Institut <tries> Cartogràfic i Geològic de Catalunya Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Для тех, кто меня не знает, уже больше шести лет я веду школу в Ютубе по созданию сайтов на популярных движках Joomla и WordPress. Сейчас вы находитесь на обучении полный цикл создания интернет-магазина на WordPress. Это будет объемное обучение. И прежде чем мы начнем, я хочу сказать для тех, кто не знает, как можно вообще взаимодействовать со мной? Для тех, у кого нет времени или не хочет сам разбираться, но нужен сайт, какие есть варианты? Есть несколько моментов. Вы можете заказать сайт у меня. Все ссылки будут находиться под видео, если это вы будете смотреть с YouTube. Заказать сайт ⁇ это для тех, у кого реально нет времени или не хочет разбираться, или не получается, но сайт нужен. Вы всегда сможете со мной созвониться, мы обсудим ваш проект. Следующее, онлайн обучение. Это для тех людей, кто желает обучиться, причем стартовать быстро. Это индивидуальное онлайн обучение. Я с человеком провожу обучение через Skype. Возможно, рассмотрение и других программ. Это быстрый старт для новичков, потому что исключаются какие-то ошибки новичков, так как я буквально за руку вас веду. Мы вместе проходим с вами это, вместе создаем с вами тот сайт, который вам нужен. Также ссылка вообще на цены и как это все устроено. У меня страница заготовлена с описанием. Также ссылка в описании посмотрите. И есть еще третий вариант, это готовые, структурированные видеокурсы. Тоже ссылка в описании. Перейдете, посмотрите там по Joomla и по WordPress, есть курсы, где я раскрываю все секреты и тонкости. Сейчас обучение будет по WordPress: именно как настроить премиум тему и что такое вообще премиум темы на WooCommerce? WooCommerce, кто не знает, это плагин интернет-магазина плагин для WordPress после прохождения. Вот этого обучения, премиум темы, вы будете щелкать как орехи, несмотря на то, что это может быть другая тема. У них принцип, в принципе, один. Главное просто понять, как это все устроено. На момент этого обучения сейчас актуальные версии я буду использовать в этом обучении движок WordPress версии 5.8.2, то есть все эти последние версии, WooCommerce плагин интернет-магазина версия 6.0.0, Дальше идет Woodmart, это название премиум темы, сейчас версия 6.2.4, конечно, более подробно мы ее прям с вами разберем, чем она хороша, чуть дальше об этом мы с вами поговорим. Дальше мы с вами будем разбирать VP Bakery в версии 6.7.0, это что-то типа конструктора страниц типа Elementor, но только, наверное, чуть послабее, но он тоже достаточно удобный, он работает в связке с Woodmart, вот с этой темой, премиум темой Woodmart. Будем подробно смотреть, чем он хорош и взаимодействие вот это вот. По цене сразу скажу. Ну, соответственно, кто не знает, в WordPress, в WooCommerce это бесплатно. Ну, WooCommerce это условно бесплатно. Там есть и платная версия. Но мы будем использовать бесплатную версию в этом обучении. Woodmort, естественно, вы на нее посмотрите. Но это платная, естественно, тема. Стоит 59 долларов. Где вообще эти темы смотреть, где их покупать, тоже разберем. В эп Условно бесплатный, то есть будем использовать бесплатную версию, но у нее есть платные отдоны. Также это не все. Мы будем с вами разбирать дополнительные плагины. Первый ⁇ это быстрое редактирование, смены цен. То есть это замена выгрузки товаров через Excel. Например, если вы только меняете цены, меняете остатки, есть замечательный плагин, который упрощает это все, когда у вас там сотни товаров, тысячи. Я в этом же обучении покажу, как пользоваться этим плагином и как редактировать цены. Второй плагин – это… Да, первый плагин – это платный в 100%. Второй плагин будем использовать бесплатный, но у него есть платная версия. А вот этот второй плагин, он один… Версия 1.16. Это для оптовых цен, чтобы была возможность указывать цены для оптовиков, скажем… Вы можете продавать в розницу, вы можете продавать оптом. И вот замечательный плагин, рассмотрим его обязательно как работать и как вообще это выглядит, вот эти оптовые цены. Рассмотрим, кстати, бесплатную, я расскажу по премиум версии этой плагина, какие там есть преимущества. Это самые основные аспекты темы, которые будут затронуты в этом обучении, но, возможно, мы будем прибегать еще к дополнительным плагинам, которые могут потребоваться. И опять же, если вы сюда пришли абсолютно с самого нуля, вы даже не щупали WordPress, но хотите его изучить, и вы не щупали WooCommerce, и тоже хотите научиться свой интернет-магазин, то здесь процесс будет идти не с самого нуля. Я сразу начну рассказывать про настройку премиум темы. У меня уже заготовлен в WordPress, заготовлен в WooCommerce с демо данными, то есть с демо товарами. Некоторые моменты, аспекты я буду опускать. И что делать людям, которые пришли и хотят обучиться ну, WordPress плохо знаете, WooCommerce плохо знаете. Я подскажу, что вам сначала нужно пройти, прежде чем вот это обучение проходить. Мой официальный сайт fedorvasiliev.com, сейчас перед вами открыта главная страница, будет ссылка в описании, сюда перейдете, прямо с главной страницы, для тех, кто хочет WordPress сначала освоить. Вот здесь вот есть базовый курс WordPress, там немного уроков разбиты по небольшим видео, уроки онлайн переходите, изучайте. Следующая, следующая ступень WooCommerce, e именно я рассказываю как добавить товар, редактировать товары, там цены, настройка, ML уведомления. Что такое простой товар? Что, что такое вариативный товар? Вот все-все-все, что связано именно с интернет-магазином, об этом уже бесплатная тоже серия уроков. То есть, вот этот базовый курс, это тоже все бесплатно. И про WooCommerce это тоже все бесплатный курс. Как его найти? Здесь можете перейти. Здесь есть поиск. В поиске написать WooCommerce и нажать Enter. А, кстати, сразу хочу сказать: небольшая реклама своего платного курса настройка, секрет настройки премиум темы на WooCommerce. Мы как раз таки будем в этом бесплатном обучении проходить премиум тему. Но я рекомендую вам вот этот курс еще приобрести. Здесь будет рассмотрена другая премиум тема, очень крутая. Здесь структурированные данные, структурированные уроки. Обзор тоже можете посмотреть. И ссылка здесь тоже есть на презентацию данного курса, где расписано, что вы получите, приобретая данный курс. Он называется Секрет настройки премиум темы в WooCommerce. Вот, возьмите на вооружение. Данные статьи у меня разбиты по 5 видео. Здесь в поиске, видите, наверху есть поиск по меткам. И здесь я рекомендую нажать еще в WooCommerce, кликнуть. И вам нужно найти первую серию, первые 5 уроков. Это под названием «Ваш первый интернет-магазин на WordPress». Вот сюда переходите. И вот тут начало вы можете видеть урок 1 и так далее. Вот проходите все уроки. Дальше внизу продолжить а, обучение. Продолжение следует э, начать смотреть урок 6.10. Я вот так все сделал. И вы тут уже смотрите дальше. Видите, шестой урок. И вот их там, по-моему, 15 штук. Тоже все это проходите. А мы с вами начинаем знакомиться с темой Вудмарт. Это основа, так как эта тема включает в себя огромное количество настроек одна из лучших, скорее всего, тем для WooCommerce. На самом деле вы можете взять любую премиум тему, главное просто почитать, изучить ее, что в ней есть. Стоит она 59 долларов. Это Envato Market, всемирный магазин по продаже различных тем, плагинов и так далее. Она у меня уже есть, и вы должны понимать еще момент, что придется еще покупать русификатор к ней, если вы знаете английский не очень хорошо русификатор у меня к ней есть, естественно, в этом обучении она будет русифицирована. Здесь нужно смотреть, что она из себя представляет, когда вы вообще премиум тему выбираете. На нее, конечно, нужно посмотреть, например, вот кнопка превью, то есть как она выглядит. Мы много раз с вами будем ее касаться. Крутая тема абсолютно. И мега меню здесь есть, и встроенные всякие плагины. Мы все по ходу будем с вами смотреть. Вот, например, взаимодействие тоже важный момент. Например, конструктор страницы Elementor или вот логотип VP Bakery. А также с Гутенбергом встроенный редактор WordPress с ним работает тема. Здесь просто можете посмотреть. Да, кстати, вот этот момент мы будем очень внимательно присматриваться к этому. Я об этом, наверное, скажу немало чуть дальше, когда мы с вами дойдем. По поводу вот этой оптимизации, где тут вот нарисовано, этому не верьте. Вот это вот, не знаю, как они там это реализовали. На самом деле, ну, будем об этом говорить. На самом деле нет таких показателей, не знаю, кому они это сделали. То есть, возможно, только если на каком-то выделенном сервере. Мы будем, конечно, работать на хостинге, и что с этим делать? Это именно скорость загрузки сайта, вообще какие-то варианты. Сво своим опытом я поделюсь. Дальше здесь нам показывают, что есть некий конструктор шапки, именно очень удобный построитель, потому что это, по сути, самая сложная часть, где много-много всего должно быть, там всякие иконки, обязательно тоже пройдем, встроенная, то есть, по сути, редактор, конструктор шапки в саму тему Woodmart. Внизу показано, какие виды шапок могут быть. То есть мы не прибегаем здесь ни к элементу, конструктору, да, ни в VP Bakery, а, а это встроен конструктор, что есть хорошо. Ну, дальше всякие моменты здесь тоже и цвета, все это встроено, не надо ставить дополнительные плагины. То есть, чем премиум тема хороша и чем, ее, чем она отличается от бесплатной темы для WooCommerce? E Тем, что вам придется очень много плагинов потом устанавливать, которые вам, например, потребуются. А совокупность плагинов на бесплатные темы утяжеляет тему Нежели если все эти опции будут внедрены в тему. А обычно все это внедрено в платную тему. Вот она разница, что все-таки будет тема шустрее, нежели вы это все бесплатными плагинами до крутите, так скажем, до пилите ваш сайт. Вот скажем, 10-15 плагинов установили на бесплатную тему, а в платной теме это все встроено, потому что меньше кода участвует, да, когда разработчик этот функционал внедрил в саму тему, поэтому обязательно, если вы серьезно относитесь к своему интернет магазину, очень важна для нас скорость, поэтому нам нужно обязательно только премиум тема. А дальше, какие здесь есть интересные моменты? Ну, карточки различные, там отображение сетки товаров, какие есть варианты здесь можете просто посмотреть, как выглядит логин, как выглядит форма авторизации на сайте, что можно подключить Facebook, Google авторизацию. Есть языки. Вот тут тоже показано, смотрите, например, работа с Revolution Slider. Чтобы я вообще не рекомендую делать, потому что это на самом деле очень, очень тяжелый. Он очень крутой плагин, но вместе с WooCommerce это что-то с чем-то. На самом деле это прям вот выделенный сервер надо. Но ну, об этом прям детально будем говорить, что такое выделенный сервер, что такое VPS-сервер, что такое хостинг. Contact Form 7, Contact Form 7 это форма... Uh, сбора заявок. Всем известно, VP Total Cache это для кеширования плагин, но мы его не будем использовать. Будем использовать другой плагин. Yoast, Yoast SEO для все оптимизации сайта. То есть интеграция с этой темой, все это работает вместе. MailChimp это сервис ML рассылок. Скорее всего, мы не будем воздействовать, ну, с ним работать. Uh, BBPress это на самом деле форум для WordPress. Я так понимаю, что он будет работать с этой темой корректно, отображение. Но мы не будем его касаться. Мы будем касаться VP Bakery обязательно, WooCommerce. И вот эти плагины, которые я вначале вам перечислил. Вот это VPML, это настройка многоязычности. Что, то есть это работает с этой темой хорошо. Некоторые плагины я не знаю. Например, вот этот вот Германиз, или как правильно он произносится, и вот этот Докан тоже, не работал с этими инструментами. Итак, я буду работать. У меня это все развернуто на хостинге. Я установил, конечно же, уже WordPress. Тему я не устанавливал. Как раз таки прям с АЗОВ сначала я буду показывать, как ее устанавливать, как там русификатор, как это все работает. Естественно, я уже установил WooCommerce, как я уже говорил, что я пропущу, некоторый момент опущу. Наполнил демо данными. Я выбрал это... Цифровую технику, фотоаппараты. Ну, не знал, какой взять демо-пример. И решил взять фотоаппараты. Набросал товаров здесь. То есть, WooCommerce уже стоит. Давайте посмотрим, что у нас стоит. Какие плагины. А зайду в админку. Куртолат для транслитерации. Ну, опять же, смотрите. Вот эти моменты Опускаюсь, Они у меня в курсе есть. Про WordPress. Смотрите мои уроки. А я поставил плагин бесплатный. А для отключения вверху в админке уведомлений... Которые просто мозолит глаза. Вы можете это не устанавливать. Скажу еще раз: что чем больше плагинов мы используем, тем сайт наш будет тяжелее, тем он будет дольше грузиться. А это просто убийство для нашего сайта. Поэтому, смотрите, вот здесь я бы, наверное, подумал: это я себе поставил, потому что это демо-сайт, и мне уведомления мешают. И они только в админке. Поэтому этот я бы не рекомендовал ставить на ваш сайт рабочий сайт. Вот это обязательно мы ставим плагин. VP конвертер это VP это современный формат изображений. Вы можете загружать фотографии товаров в JPG формате PNG, а этот плагин по идее должен э, конвертировать в э, VP. Это нужно для скорости, то есть чтобы быстрее сайт грузился. Он, во-первых, уменьшает размер изображений и преобразовывает ВП. Смотрите, опять же, этот плагин, есть возможность его не ставить? Есть. Если вы заранее позаботитесь и все фотографии товаров заранее прогоните через какой-нибудь конвертер, онлайн-конвертер сервис, ваши JPEG изображение в VP формат тогда вам не придется их конвертировать на стороне сайта. Вы сможете просто загружать уже в VP изображение. Что это даст? Это даст уменьшение установки количества плагинов. То есть этот плагин не поставите, уже хорошо. Как я уже сказал, у меня это демо-сайт, я его тоже использую. WooCommerce – это как раз-таки плагин интернет-магазина. VP Super Cash – это обязательный тоже плагин. Тоже вот это, понятное дело, обязательно это и есть интернет-магазин. Мы его ставим. Вот это VP Super Cash. У вас может быть другой плагин для кеширования, если вы разбираетесь, и вам удобно другой плагин. Они, в принципе, работают одинаково, все эти плагины. Его я не активировал, потому что это нужно делать, когда сайт уже готов, а иначе он вам будет мешать. Он кеширует страницы, этот плагин вообще призван это делать, и тем самым чуть-чуть улучшая скорость сайта. Кэш это по сути копия сайта, которая попадает в кэш. И конечному пользователю выдается копия сайта из кэша. То есть как бы более ранний ее вариант. Но пока мы сайт разрабатываем, он будет мешать, потому что мы будем видеть копию кэша. Мы внесли данные, а данные сразу не применяются. И мы будем думать, что у нас что-то не работает. Поэтому мы его можем установить, но не активировать. То есть этот плагин мы включаем, активируем, когда сайт готов. В самом конце уже. Больше плагинов тут нет. Что я еще рекомендую делать? Перейти в темы. Удалить все темы. Их тут три. Вот была стандартная тема 21. Она у меня установлена, как только я установлю здесь. Вудморт, вот эту тему, родную тему, тоже лучше удалить, чтобы в админке это не копилось. Это все тоже маленький прирост к скорости. Потому что если вы будете копить всякие темы, плагины, даже если они отключены, они могут нагружать сайт. Мы избавляемся от всего ненужного. Да, кстати, плагины, когда вы установите впервые WordPress, у вас еще будет тут, по-моему, такой доли плагин. Он абсолютно бесполезный, его удаляем. И здесь еще будет плагин антиспама его можете не удалять, не помню, как он называется. Если спамом будут сыпать, он хорошо справляется, его лучше оставить. И смотрите, пока я готовился к этому обучению, у меня уже обновились плагины, сейчас сразу их обновим. И вот что у вас еще может быть, не знаю, не разобрался еще, откуда это идет, но WordPress сам стал навязывать вот этот плагин кеширования. Меня это очень злит, он обычно сюда не устанавливается, когда вы уже установите и активируете какой-то свой плагин кеширования. Вот именно вот этот вы можете увидеть, и вот здесь у меня такая секонка, вот этот вот. Если вдруг вы только начинаете и вдруг увидите вот этот плагин, знаете, когда вы WordPress установили, он автоматически, а реально сам будет к вам сюда лезть. И если вы его 10 раз удалите, он 10 раз все равно здесь появляется вот этот вот плагин. Не знаю, откуда это, и может быть как-то это можно через админку отключить пока не знаю в общем лезет он здесь сам меня это очень сильно злит его сразу удаляем удалить применить Окей так он что-то так не удаляется Давайте деактивируем сначала появляется ссылка удалить А теперь нажимаем удалить все он удалился хочу сказать как только вы ваш плагин которого выбрали для кеширования когда вы его активируете вот этот плагин он уже не будет к вам лезть. Он не будет сам устанавливаться и так далее. В общем, вот такие здесь есть моменты. И обновляем. Сразу у нас новая версия прилетела для этого плагина и веб-конвертер. Вот этот тоже. Выделяя галочками и обновить, применить. Итак, плагины у меня успешно обновлены. Итак, давайте установим премию тему. Внешний вид. Я перехожу темы. А здесь я нажимаю на кнопку добавить. Здесь я нажимаю на кнопку загрузить. Появляется формочка для загрузки темы с компьютера. Открываю папку. Мы будем сразу ставить вот это Woodmart сама тема и Woodmart Child, если я правильно произношу. Ставим два архива и активируем именно вот этот Child. Это называется дочерняя тема, например, для каких-то изменений в коде, если будем мы выносить, чтобы при обновлении темы нашей Woodmart не слетели наши наработки. Вы такое можете и не делать, возможно, вы такое делать не будете, но все равно мы с вами сделаем правильную установку и правильную активацию. Сначала я устанавливаю архив с названием Woodmart, перетаскиваю в эту область и нажимаю «Установить». Извлечение файлов, установка темы, тема успешно установлена, Нажимаю активировать. После активации вы увидите вот такое вот окно. И сразу хочу обратить ваше внимание на то, что вы видите, что все на русском языке. Это как раз-таки то действие, которое я сделал, которое не вошло в обучение. Я заранее установил русификатор на движок WordPress для этой темы. Если этого не сделать, вот это все будет на английском языке. На самом деле здесь все просто. Нам нужно пройти все эти шаги, потому что мы будем с вами выбирать, что мы будем устанавливать, потому что нам не все будет нужно. И я буду объяснять почему и что важно э, использовать, а что вам не пригодится. Потому что есть, например, замены или альтернатива. Мы можем с вами пропустить установку или начать. Давайте нажмем начать. На следующем шаге, который помечен здесь точкой активация, нам говорят, что мы можем активировать тему. Я нажму здесь вперед и попадаю сразу на третий пункт, дочерняя тема. Это вот как раз-таки о чем я и говорил. О чем я и говорил. Установить дочернюю тему. Нажимаем на кнопку. Причем мы можем пропустить этот шаг, но нам эта тема нужна. Я уже объяснил почему. Я нажал на эту кнопку, мы видим установка дочерней темы и кнопка меняется вместо пропустить на кнопку вперед. Я нажимаю теперь вперед. Попадаю на следующий шаг конструктор страниц. И здесь на самом деле выбор э, использовать либо Elementor, либо VP Bakery. Сразу хочу сказать, Elementor мощнее, больше, больше возможностей. Но я буду показывать на VP Bakery. Я с ним работал в, с, э, в совокупности с этой темой Woodmart, Elementor и Woodmart. Я, э, не, к сожалению, не работал, но уверен, что они будут работать, э, наверное, более функционально, потому что Elementor мощнее. VpBaker мне тоже, в принципе, нравится, он хорош, и я его выбираю, просто на него нажимаю и нажимаю вперед. И вот здесь вот как раз-таки мы сейчас немножко остановимся. На следующем шаге плагины, активация плагинов. Мы можем установить и активировать сразу все, но мы этого делать не будем, ни в коем случае, как я уже сказал. Многие плагины, возможно, вы не будете использовать, и они, эти плагины, если вы все установите, они будут э, нагружать сайт. Нам нужно все равно даже из того, что нужно, выбрать самое нужное и не использовать другое. Потому что тема мощная, функциональная, ее не наз... нельзя назвать суперлегкой, потому что в ней просто столько опций. Я ни разу не видел ни в одной большей теме э, такой изобилие опций. Меня это, конечно, очень сильно порадовало. И смотрите, эту тему даже можно установить, например, если вы ставите вот WordPress с нуля и WooCommerce интернет-магазин еще не установили, и даже, видите, отсюда можно было бы установить. Но так как WooCommerce я заранее уже установил, поэтому здесь только и активировать этот а, плагин. Естественно, мы этого делать не будем, он уже установлен. Вот он, в Bakery, это Page Builder, конструктор страниц. Обязательно написано. Я ставлю «Установить» напротив то есть нажимаю на ссылку установить именно в VP -бекере». Как только установка э, закончится, вы увидите: здесь ссылка поменяется на деактивировать. То есть отключить этот компонент. Раз ссылка поменялась, значит все, процесс закончен, именно с VP -бекере. Конструктор мы установили. А дальше смотрите слайдер Revolution. Просто самое крутое, мощнейшее просто решение для создания очень крутых слайдеров. Это сложный плагин. Его нужно отдельно уделить ему внимание, чтобы научиться им пользоваться. Я им пользовался, он мне очень понравился, но в связке с интернет-магазином, с этой темой, это будет настоящий убийца просто скорости сайта, вот прям вот совсем. Если только вы будете использовать выделенный сервер, опыта такого у меня нет, скорее всего на выделенном сервере все будет быстро грузиться, Просто мы взамен будем использовать менее простой слайдер для главной страницы. Слайдер нам нужен для главной. Будем использовать. Но в этой теме uh, Woodmart есть несколько своих вариантов использования слайда. Более простые, чем Slider Revolution, но тоже хороши. Поэтому мы лучше будем использовать uh, замену Slider Revolution, поэтому мы его не устанавливаем. Woodmart Core это дополнение к Woodmord это необходимый небольшой плагин. Мы его ставим. Следующий плагин популярный Contact Form 7. Он хорошо работает с Woodmart в плане дизайна то есть есть у них интеграции. Здесь тут смотрите на ваше усмотрение. Если вы будете использовать эти формы на своем сайте, планируете, то можно установить, но я устанавливать это не буду. MailChimp – это а, взаимодействие с email рассылками то есть это отдельный сервис, условно бесплатный, где вы можете через сайт собирать подписчиков, а потом отправлять им информационные бюллетени с вашей информацией о скидках, о новых товарах, какие-то полезные рассылки для Подогрева своей аудитории вашего интернет-магазина. Я это рассматривать в рамках этого обучения не буду, поэтому я это не устанавливаю. Следующий плагин работа с SVG-векторными иконками. Безопасный так называемый SVG небольшой плагин. Мы его ставим. И смотрите, на этом шаге то ли хитрость разработчиков, которым выгодно, чтобы мы установили все, то ли какой-то, может быть, возможна ошибка у нас не кнопка вперед. По идее, должна быть активна, так как я установил только то, что мне нужно. У нас есть только ссылка установить и активировать все. Если я на нее нажму, начнется установка еще слайдера Revolution, Contact Form 7, в общем, всего того, что мне не нужно. Мы на этом шаге можем прервать установку, потому что у нас тема и плагины уже установлены. То есть, следующие шаги, демо-данные, нам не нужны, мы бы этот шаг пропустили, Демо-данные – это предустановленные данные, скажем, когда мы хотим посмотреть, как шпаргалку использовать сайт во всей красе. Вот как он выглядит, продажник, товары, все, наполненность, все это мы можем тоже установить, выбрать даже демо-данные. Какие страницы мы хотим посмотреть, как они устроены изнутри. Тогда мы бы следующие и устанавливали демо-данные. Вы можете для этого взять либо под домен, либо еще какой-то домен, либо на локальном хостинге, да, создать еще один сайт и там все шаги, все установить, чтобы просто изнутри изучить, как устроен э, вот эта премиум-тема. И потом выполнена вот этот последний шаг. Все. А на этом этапе я могу просто, ну, как бы закрыть это окно. То есть просто вот у меня есть. Обновить даже страницу могу. Или просто смотреть внешний вид, если я темы перейду. То есть, по сути, прерываю процесс. То здесь я уже увижу, вот, например, активно Woodmart. Чилд и Вудморт. Вот их две должно быть, да? То есть дочерняя тема и основная тема. И дочерняя тема должна быть активна. Вот эту тему вы можете вот сюда нажать и удалить. Родную тему она нам не нужна. Вот так вот оставляем. У вас будет вот все время висеть вот такие два предупреждения, которые мазолят глаза. Ну мне по крайней мере они мешают. Эта тема требует следующих плагин. Но требует, на самом деле, перевод здесь такой. На самом деле можно его не использовать. Это как раз-таки слайдер Revolution, которым я не рекомендую использовать в этой связке. Эта тема также просит установить контакт Form 7, Elementor вот эти все дела. Смотрите, если вы по крестику закроете это окно, оно все равно будет постоянно появляться здесь. У меня есть вот такая кнопка скрыть. И оно больше не будет показываться это уведомление здесь. Вот эта кнопка «Скрыть», она появляется только при наличии плагина, которого я показывал в начале, который я использую. Вы тоже название можете увидеть этого плагина в начале этого обучения. Установить этот плагин, он бесплатный себе. И чтобы скрывать вот такие уведомления, то есть этот плагин для скрытия уведомлений. И вот это вот тоже уведомление нам говорится о том, что вот этот VP Bakery просит активировать... Апдейт до премиум версии, типа, или активация этой копии. Вот английский тоже не очень хорошо знаю. Я просто один раз нажимаю, и эти уведомления мне больше показываться здесь не будут. Мне это очень удобно, мне это нравится. Поэтому этот плагин я использую. Теперь давайте взглянем. Вот так сайт выглядел. Я обновлю сайт. И вот так сразу очень, я бы сказал, даже симпатично. Я сейчас его в таком виде тоже вижу впервые с этими товарами. Очень все красиво. На самом деле простые товары я добавил, и они уже вот так вот выглядят на странице списка товаров. Дальше в админке, что мы можем здесь наблюдать? Появились настройки темы. Посмотрите, сколько здесь всего. Все на русском языке, как я сказал. Нужен еще русификатор, чтобы это все было на русском. Вудмар дальше здесь просмотр там демо данных, лицензия. И конструктор шапки, который мы будем проходить обязательно. ВП Бейкери, конструктор страниц, вот он здесь. Здесь еще появляются такие сайт-бары. Это от темы Woodmord здесь появляется вкладка. Дальше слайды. Это тоже все от темы Вудморт. Таблица размеров. Все связано с этим. Блоки HTML, проекты. Это все мы с вами будем касаться. Пока я готовился к этому обучению. Вот смотрите, уже обновление прилетело на ВП Бейкери. Уже последняя версия 6.8.0. Давайте тоже это обновлю. Так как я использую с установкой темы в Bakery, обновиться я не могу, потому что, скорее всего, это платный тоже плагин. Но когда вы эту тему приобретете, вот эти все плагины, не зря я вам показал, они идут в составе. Отдельно вы их обновить не сможете, пока вы конкретно не купите э, этот плагин. Но когда вы купите тему и тему обновите, то они, разработчики обновляют и плагины эти. И тогда плагин уже будет обновлен вместе с обновлением темы э, Woodmort. Вот такие здесь есть нюансы. Поэтому пускай это висит уведомление, что новая версия, ничего страшного. Просто новой версии пока нету в Woodmort. Как только новая версия выйдет, я ее обновлю. И обновится, скорее всего, и вот этот VP Bakery. Давайте на этом этапе взглянем на главную страницу, что мы имеем? Мы имеем логотип Woodmart, то есть шапка какая-никакая есть, есть профиль, есть поиск по магазину, есть мои, мой список желаний, корзина, социальные кнопки. Внизу подвал есть некий копирайт, которым мы все заменим на свое и какие платежи мы принимаем. Это просто картинки, их тоже можно либо полностью убрать, либо оставить, либо оставить какие-то определенные я не помню, либо это одна картинка здесь, если это одной картинкой сделана виза там, PayPal, а вы будете использовать один или два варианта из предложенных, то картинку, конечно, надо будет скачивать, удалять ненужные приемы платежей, чтобы не вводить в заблуждение клиентов своих, либо полностью картинку убрать и загрузить туда свою. Но мы с вами до подвала еще доберемся. Можно, конечно, сейчас начать изучать конструктор шапки, как-то его подогнать под себя там добавить свои телефоны и так далее Давайте посмотрим профиль дизайн то есть меня все устраивает Вы видите стилистика то есть она уже есть то есть как человек будет видеть там заказы загрузки список желаний здесь детали профиля человек будет видеть адрес платежный адрес и кнопка выйти а по поводу меню естественно это страница WordPress это я заготовил до того, как начал э, вести это обучение, я уже об этом говорил. Это базовые моменты курса WordPress, кто не знает, то есть это просто страницы, э, которые WordPress я предварительно создал. Ну, просто демо-страницы там главное. И, естественно, когда я их тут создал, я сейчас немножко, так сказать, окунаюсь в базовые моменты, о которых э, я уже ранее говорил, и который сказал, что я буду их опускать. Все равно немножко затронем это. Вот здесь в меню, естественно, я их сюда вывел, создал меню, назначил его в главном меню, поставив галочку, вывел сюда, отсюда перетащил созданные пункты меню, нажал ⁇ Сохранить ⁇ И они у меня появились. Причем это просто страница, то есть акция, гарантия, как купить, как обычно, идет в магазинах. Обратите внимание, у нас еще не выведены именно категории товаров. У нас отсюда их в магазине видно, то есть у меня это Canon, Fujifilm, Nikon и Sony. Естественно, это пункты, которые мы можем вывести вот здесь вот э, сбоку. Как на вот демо-примере, да, вот у нас идут вот эти категории, да, и еще тут есть вот эти мега, это называется мега-меню, когда при наведении вот так это открывается. Это тоже мы рассмотрим, но у нас не выведены даже вот эти вот элементарные моменты, которые мы с вами выведем. Потом, смотрите, здесь у нас на главной есть слайдер, Давайте сейчас элементарный слайдер создадим, не прибегая к слайдеру Revolution, о котором я уже говорил, а использовать родной слайдер Woodmart. Он тоже здесь есть в этой теме. Давайте оформим главную страницу, потому что если мы сейчас перейдем, шапку мы оформим позже. Это сквозной элемент, он будет одинаков на всех страницах, хотя в теме Woodmart вы можете создать разные шапки для разных страниц. То есть даже такое здесь можно сделать. Но я буду показывать на примере одной шапки, а вы уже на этом опыте сможете сами там решить, какие шапки, на каких страницах выводить. Вот смотрите, главная страница у нас тут вообще ничего нет. Что на главной выводится? Слайдер ваших акций и тому подобное. И я рекомендую выводить последние товары, то есть новинки, которые добавлены на сайт, чтобы выводились под слайдером. Давайте сначала со слайдером разберемся. У нас здесь есть вот слайды. Когда мы тему Woodmort установили, у нас появились вот здесь вот слайды. Переходим в эти слайды. Видим, что ничего еще нет. Добавить новый слайдер. Я добавлю демо слайдер. Сначала мы добавляем заголовок. У меня это будет вот такой заголовок. Дарим до 32 тысяч он бонусов за Nikon Z. Далее изображение. Вот здесь вот нажимаем. Попадаем в Media Manager. Я сделаю два слайдера. У меня есть две заготовленные картинки. Обратите внимание, что ваши картинки должны быть между собой одного размера, чтобы это все нормально смотрелось. Выбираю картинку ⁇ Установить изображение ⁇ Я нажал ⁇ Обновить ⁇ После обновления появились произвольные поля. Можно вот по шапке кликнуть ⁇ Скрыть ⁇ Тут достаточно много значений. Мы пока их и возможно их заполнять и рассматривать их не будем. Пока просто их закрою. Ниже настройки, смотрите, настройки изображения. То есть, скорее всего, вот это изображение это просто изображение записи, но для слайдера, скорее всего, нужно будет загрузить вот сюда изображение. Сейчас мы попробуем сначала без него. Разберемся. То есть, смотрите, понятное дело, что слайдер может быть адаптивно мобильный, то есть хорошо смотреться на всех устройствах, потому что здесь фоновое изображение мы загружаем. Размер фона можем здесь указать, положение фона и цвет фона. И видите, выбрать вкладку ⁇ Планшет ⁇,⁇ Фоновое изображение ⁇ Значит, можно уменьшенную копию для планшета загрузить. И для мобильных устройств тоже. Пока оставляем. Дальше ⁇ Содержимое слайдера ⁇ Здесь идет выравнивание. То есть вертикальное выравнивание содержимого. Просто выбирайте по иконке, смотрите, как это будет выравниваться. Горизонтальное выравнивание. И также это все для планшета, для мобилки можно выровнять. Пока рекомендую оставить все как есть. Содержимое без отступов тоже можно галочку поставить, если отступы не нужны. Но опять же нам нужно сначала увидеть это, как это выглядит с отступами и без. Контент на всю ширину тоже можно будет выставить галку, тогда внизу у нас пропадают нек некие опции. Это ширина контейнера, значение 1200 для ПК, и также можно кликнуть для планшета назначить. За ползунок можно уменьшать значение в пикселях. Это у нас высчитывается вот здесь вот 500 для мобилки. Оставим тоже пока как есть. И анимацию я сразу выберу. Например, скольжение слева. Ссылка для слайдера обязательно здесь проставим. Опять же, смотрите, слайдер, он ведет на страницу акций. То есть это надо, значит, какую-то страницу еще заготовить. Потом сюда ссылку сделать. Пока поставим решетку, чтобы была имитация ссылки, что можно было навести, пальчик появлялся вместо курсора мыши. И открыть ссылку в новом окне, ну, полезно. Если ссылку на слайдер вешаем, то ссылку открываем в новом окне. Это только один слайдер. Нажим, нажму обновить. Если я кликну по слайды, то вот он один. Я добавляю еще один, чтобы хотя бы было их два. Вставляю свой демо заголовок. Сразу подгружу изображение для Canon. И здесь тоже, пускай будет имитация ссылки и нажму «Обновить». Обязательно нужно создать категорию для этих слайдеров, потому что для разных страниц может быть разная категория с разными слайдерами. То есть, если мы перейдем слайды после обновления страниц, мы увидим, вот они, два элемента для слайдера. Дальше мы вот сюда нажимаем «Слайдер». И здесь как бы создаем категорию для нее, потому что, видите, нету категории для слайдеров. И тоже есть свои настройки. Вообще, изначально нужно было начать отсюда. Я начал немножко с обратного пути, потому что сначала создается категория, а потом создаются для нее слайды. Название сделал чтобы для себя, чтобы не путаться, для главной, для главной страницы. И давайте посмотрим. Анимация смены слайдеров. Скольжение, выцветание, параллакс. И еще один вариант, какой-то непереведенный. Пускай будет скольжение. Растягивающий слайдер. Сделать слайдер по на полную ширину но давайте пока не будем делать вот если мы зажимаем у нас появляется новая опция контент на всю ширину да нет давайте пока это же все надо настраивать когда мы слайдер уже вывели на сайт высота для компьютера тоже можно назначить для планшета для мобилки дальше стиль стрелок этот вот как раз на слайдеры обычно есть стрелки переключения просто выбирайте тот стиль который нравится или можно вообще стрелки отключить стиль по страничной навигации тоже можно выбрать. Я оставлю точки. Цветовая схема навигации светлая и темная. Но ну, тоже я ничего не трогаю. Включить автозапуск. Да, для слайдера это в принципе приемлемо. Автоматически смена слайдеров. Как только выбираем эту опцию, появляется скорость автовоспроизведения. 9000 миллисекунд. Это 9 секунд. Ну то есть, чтобы мы эффект увидели, но это долго. Конечно, можете оставить, когда сайт уже будет рабочий, чтобы человек успел прочитать информацию на слайде. Но 9 все равно, мне кажется, много. Сейчас я поставлю 3, даже, наверное, ну да, пускай 3 секунды. Каждые 3 секунды слайдер сменяется. Дальше смотрите, интеллизировать карусель при прокрутке. Этот параметр позволяет запускать сценарий карусели только тогда, когда посетитель прокручивает страницу до слайдера. И самое важное, полезно для оптимизации производительности, то есть для скорости сайта если установим. А мы с вами должны все силы направить и все сделать так, чтобы это было максимально производительно. Поэтому галку в любом случае без вариантов. Я зажимаю «Добавить новый слайдер». Как только это я делаю, вот здесь появляется наш, по сути, категория для слайдеров. Вы должны понимать, что вы тут создаете еще и еще, если нужно, для разных страниц. И эти настройки могут отличаться для каждого для каждой категории слайдов. Как только выбрали, как я уже сказал, я начал двигаться немножко в не, в не в том порядке, поэтому нам нужно вернуться именно в слайды, в две штуки вот эти вот, которые я создал, пройти внутрь в каждый слайд и назначить. Вот здесь вот как раз категории просто немножко здесь может быть заблуждение может вводить человека, что это написано как слайдеры, а по идее надо было перевести здесь категория слайдов, тогда это было бы сразу понятно, что нужна категория. Она здесь появляется, когда добавите еще категории, естественно, добавятся еще варианты. То есть каждый слайд можно назначить там к одной или к нескольким категориям. Добавили этот слайдер, нажимаю обновить. То же самое нужно проделать. Перейду в слайды. Перейду во второй слайд, назначу тоже. Вот он для главный, Тоже для главной и обновить. Перейдя в слайды, видим вот здесь это, что это назначено к одной категории. Ну и теперь давайте то, что вы сделали, попробуем вывести на страницу главное. Как это вывести здесь? Переходим к странице Перехожу, главное. Ищу. Вот она, главное. Захожу. Конечно, это будем делать как раз-таки через VP Bakery. Мы его используем. Если это Elementor, для Elementor есть свои плагины. Для Page Builder Bakery свои плагины. а Вот у нас здесь есть, видите, сразу ссылка говорящая о том, что... Перейти ли в, вот в этот Page Builder, нажимаем на эту синюю кнопку, да, перейти. Появляется окно с подсказкой, мы его закроем. И варианты есть, «Backend редактор или «Frontend редактор То есть, по сути, как вслепую настройка э, слайдера и визуально. Ну, я привык почему-то вот именно пробовать вот этим бейкере именно вслепую, когда я не вижу сам сайт. Финиш нажму, подсказку закроем. Смотрите, как им пользоваться. Здесь, когда мы нажали, нажимаю добавить блок, здесь, по сути, плагины, которые можно любые вытянуть на страницу или перейти по вот этим вкладкам, где будут в каждой вкладке свои определенные элементы, плагины. Скажем, вот эти элементы темы, это все элементы, которые предоставляются к этому VP Bakery от темы Woodmart и, скажем, у вас будет другая тема, то таких элементов вы не увидите. Это эксклюзивные плагины для конструктора WP Bakery от темы Woodmart. Я нахожу здесь вот слайдер, написано слайдер темы Woodmart, на него нажимаю. Далее вот есть такое окно за шапку, я могу перемещать его по холсту, по нашей админке, если это окно закрывает какие-то элементы, другие элементы страницы. Здесь, смотрите, слайдер выбираем вот как раз-таки та категория для главной, которую мы только что создали. И нажимаю ⁇ Сохранить изменения ⁇ Опять выскакивает подсказка. Я нажму ⁇ Финиш ⁇,⁇ Закрыть подсказку ⁇ Слайдер мы с вами добавили. Это еще не значит, что у нас все получилось, потому что, скорее всего, мы слайдер не доделали. Но сейчас мы это с вами проверим. Он уже здесь на странице. Нажимаю ⁇ Обновить страницу ⁇ я обновляю страницу. Естественно, у нас не настроены размеры, потому что у меня картинка достаточно большая, но уже все работает. Стрелки видим. Вот они, два слайдера, точки, отступы. И видно, что при наведении курсора это пальчик, то есть ссылка есть, но она будет вести по сути на ту же страницу, потому что это имитация ссылки. Видим здесь вот некий момент, это скорее всего выводится сайт для главной страницы, естественно, это все можно отключить. Дальше нам нужно разобраться вот здесь, вот с этой черной полосой, тоже можно скрыть. Сейчас мы с вами это все будем настраивать. Итак, давайте посмотрим. Чуть позже мы с вами будем детально проходить. Для каждой страницы есть свои, вы видите, отступы, и они достаточно полезны. Пока мы находимся здесь в режиме страницы, давайте посмотрим, как отключить черную плашку со словом ⁇ главное ⁇ Прямо здесь находим заголовок страницы, отключить заголовок страницы. Ставим птичку, нажимаем еще раз обновить страницу. Я пойду на сайт, обновлюсь и проверю. Да, сработало. А вы видите, вот эта черная полоса сверху, мы ее отключили. Причем это только для главной страницы. Если я пройду в любую другую страницу, вы видите, тоже здесь все есть. Но смотрите, мы можем вот этот черный цвет менять на другой цвет. И даже загружать туда картинку. Поэтому всегда знаете, что здесь все это гибко настраивается. Именно для главной я не хочу вводить никакую полосу. Я сразу под меню хочу вывести слайдер, настроить его, потом вывести категорию сбоку вот здесь вот товаров. Как в демо примере, как это выглядит вот здесь. Видим, что здесь слайдер растянутый на всю ширину, стрелки вон прям по бокам. Поэтому давайте вернемся слайды, так, я подогнал размеры. Именно у меня вот такие они вытянутые слайды. Что я сделал? Смотрите, я зашел в слайды. Я зашел в категорию. Здесь галочку вот я снял, потому что у меня ну, это не влияет. Вот здесь я поставил, сделал слайдер на полную ширину. Для компьютерной версии 350 я сделал, потому что у меня действительно размер такой. Поменял стрелки, чтобы их было лучше видно с белым фоном. И по сути дальше то, что настраивать для планшета для мобилки, но мы с вами чуть позже будем настраивать мобильную версию сайта и, и можем вернуться в эти опции, чтобы поднастроить. Возможно, там надо будет другую картинку загружать. Вот именно так выглядит вот такой полосой, невысокой. Да, 350 она всего по высоте, но зато широкая. Так я и оставляю. То есть я уже подстраиваю именно под картинки, которые уже заготовлены для слайда именно вот эти вот размеры. Это еще не все. Вы должны понимать, что контент для картинки слайдеров, текст э, и, и любые элементы, кнопки, можно прямо на слайдер сверху добавлять. Дело в том, что слайдер у меня нарисованный со всеми названиями, поэтому он это достаточно просто загрузить картинку. А если вы хотите прямо на слайдер вешать элементы, то открываете слайдер в этой области, вы можете вставить контент, текст и даже пользоваться VP Bakery, сейчас, то есть именно конструктором, чтобы конструировать контент прямо в слайдере. Сейчас мы с вами вернемся. Ниже опции, это все уже конкретно к слайдеру относится. А, давайте посмотрим, да, у нас есть некие отступы, а содержимое без отступов. Посмотрим, как это будет. Текст я добавил, но его сейчас не видно, вот он тут темный. Для него, кстати, отдельная анимация. Вот видно, что анимация действует скольжение, которое мы выбрали. Ниже вот эта анимация, это именно анимация для контента на слайдере. Вот для этого текста анимация действует. Я нажму обновить. Далее я нажму обновить. То есть вот эти все опции, выравнивание вертикальное, горизонтальное, содержимое без отступов, это все именно для контента. Все выравнивания, отступы внутри слайда не для самого слайдера. Мы потихоньку с вами будем, когда страницу делать, дойдем до всех моментов, которых тут, например, вот сверху до меню. Опять же, надо там сделать некую рамку внизу под меню, чтобы мы видели, сколько там реально места остается. Ну, чтобы слайдером он прям прижимался к меню, как вот здесь у нас видно. Под меню идет граница, и потом сразу идет слайдер. Сейчас на этом этапе отвлечемся от слайдера, перейдем в VP Bakery. Детально останавливаться на настройках Baker я не буду, потому что я его разбирал в своем платном курсе Секрет настройки премиум-темы на WooCommerce. А мой курс, о котором я говорил в начале, ссылки в описании. Здесь что я предлагаю обязательно включить? Перейти на вкладку управления ролями. Вот если я кликну по вкладку Администратор, здесь все роли WordPress. Мы с вами администраторы, поэтому нас интересует только эта вкладка. Здесь типы записи. Выбираю произвольные, нам нужно отметить галочки, где мы хотим чтобы выводился конструктор, чтобы мы могли им пользоваться. Пост ⁇ это записи WordPress. Если будете пользоваться, ставите галочку. Woodmort Sliders. Обязательно ставим, если хотите, вот в этих слайдах, которые мы с вами делаем, конструировать контент в самом слайдере. Потому что сзади может быть не заливка картинка, а заливка цветом. А сам контент, кнопки, текст, анимационно, чтобы это все выскакивало, можно сделать отдельно через... ВП Бейкере прямо в слайдер. Я думаю, что сейчас на примере одного слайда мы с вами это разберем. Page это страницы, для них есть галка уже. Ничего страшного, если включить везде, просто он будет выводиться в этих всех моментах. сайт Sidebar тоже оставляем. CMS блок портфолио я оставлю. Продукт на странице продукта. Вудмортс Size, вот это для выводителей Page для Размеров, таблицы размеров. Вот здесь у нас есть таблица размеров. Можно не выводить. Мы обязательно пройдем эту таблицу размеров. Зачем она нужна, где она выводится. Но я просто везде это поставлю. Пускай у меня везде, кроме пост. В принципе, пускай везде. Ну, пускай, ладно, и в посте тоже. Ставим галочки и нажимаем внизу кнопку Сохранить изменения. После этого я возвращаюсь в слайды. Захожу в один из своих слайдер. Сразу после включения бейкере для слайдеров у вас вот эти кнопки они появляются то есть у вас их не было и вы не могли пользоваться а теперь можете нажать например backend редактор и конструировать контент самого конкретно этого слайда но я предлагаю сделать третий слайд добавить новый назову его тест добавлю в категорию в нашу не буду загружать картинки а вот цвет чтобы просто на него посмотреть. Цвет фона выберу синий. И пока что на этом уровне я нажму «Обновить». Мы сразу можем пройти на нашу главную страницу и переключиться на третий слайдер. Видите, что получается? Вот она, синяя заливка. Если это нужно, контент прямо здесь э, делай, да? Теперь, как конструировать контент для конкретного слайдера именно PageBakery конструктором? Нажимаем, например, сюда. Далее можно кликнуть «Добавить новый элемент» по плюсу. Мы также попадаем сюда. Ряд. Если хотите контент разделить в две, в три колонки, то выбираем ряд. Появляется вот такой некий ряд. Здесь наводим мышь вот сюда, на эту иконку. Деление колонок. Допустим, вот это, видите. Есть произвольное. Можно задать вот здесь вот произвольный размер. Или выбрать вот из предложенных. Вот этими рамочками, такими пунктирными, показано, как будут делиться колонки. Вот следующая вторая, это деление, видите, я навожу мышь 1-2. Выбираем, видите, делится контент на две части. И сюда вот по плюсу я засовываю один контент, сюда другой. Например, сюда по плюсу нажимаю. То есть вы заодно понимаете, как работать с конструктором. И, например, текстовый блок или произвольный заголовок. Произвольный заголовок. Смотрите, дальше по плюсику я нажимаю еще «Хочу сюда текст добавить». Вот так это конструируется. И сразу идут настройки. Теперь вот заголовок есть. Навожу на него мышь. Зеленая плашка. Во-первых, менять местами эти два элемента. Можно вот за эту иконку, можно дублировать, иконки, видите, удалить, или иконка редактировать. То есть редактировать, нажимаю, редактировать именно заголовок. Вот он, заголовок. Здесь подробно я не буду останавливаться, он есть. Вот есть разные тут настройки, отступы. Все, пускай он будет. Здесь демо-текст тоже есть. То есть вы заходите вот сюда, вбиваете свой текст. Допустим, текст, текст, можно добавить картинку, а вот сюда, например, я хочу добавить кнопку. Вот она, например, есть кнопка. Текст на кнопке, например, подробнее. Ссылку, соответственно, вешайте на страницу с этого слайда, о чем идет речь, на какую страницу, о чем, ну то есть скидка же вы, вы описываете скидку, да, и соответственно можно вывести на категорию товаров, где идут скидки, или какая-то дополнительная страница с информацией. Здесь подробно не останавливаюсь настроить кнопку, как вы хотите. Пускай это у меня будет вот желтая кнопка. Давайте пока на этом уровне просто посмотрим, что получается. Обновить. Посмотрим на слайд. Понятное дело, что тут надо все настраивать. Вот кнопочка, кнопка смотрится хорошо, прямо на слайде, да? То есть здесь такой слайд, здесь вот такой. Давайте этот слайд более-менее доведем до симпатичного, так сказать, вида. Вот тут внизу горизонтально выравниваем содержимого. Не знаю, будет ли работать это сюда на конструктор. Но смотрите, для кнопки слишком много места, если здесь больше ничего не будет. Вот контентная часть, это заголовок текст, плюс я добавлю еще картиночку сюда. Давайте что-нибудь добавим из медиа. Ну пускай будет какая-то картинка. Например, вот эта маленькая Canon картиночка. А размер картинки вот здесь внизу. Full это полный размер. Вот это это отображение миниатюры. Текст я это удалю и поставлю Full. Полный размер сохранить и смотрите вот здесь же можно менять соотношение да у нас они ровные колонки по 50 процентов я смотрю вот эта колоночка есть 2 3 колонка и 1 к 3 то есть видите выбираю и меньшая область для кнопки и большая область для контента в этом слайде нажму обновить да, и сразу, в принципе, рано нажал обновить. У нас там неприемлемый цвет. Если фон темный, то заголовок, черного цвета. Нам нужно найти цвет. Цвет текста я выбираю, естественно, белый. На синем смотрится нормально. Шрифт это все можно настроить. Ну и давай сразу с анимацией. Пускай анимация будет двигаться. И здесь сразу видно, как анимация будет происходить. Сразу перейду в текст. Он тоже темный. Давайте цвет найдем Цвет, это цвет фона, цвет обводки. Для текста я не вижу здесь цвет. Анимация тоже. Пускай это будет это сверху. Я хочу снизу. Так, это тоже сверху пролетает. Мне нужно, чтобы это было снизу. Ап. Вот так пускай выскакивает. Есть еще и Woodmart анимация. Выбрано ничего, потому что анимацию мы выбираем здесь. Но ну, смотрите, цвет, в принципе, выделяю текст, который у вас здесь есть. Можно попробовать здесь белый. Только помните, его тут будет не видно, не запутайтесь. То, что вот он есть тут на самом деле, просто на белом фоне. Его здесь не видно, но он тут есть. Сохранить. Также кнопка, пускай тоже она у нас выезжает. Посмотрим. Анимация, пускай это будет bounce. Просто она так вот будет выскакивать сохранить но и для картинки анимацию вроде я не задал давайте анимация тоже будет вот так вот и обновить итак давайте посмотрим переключаем слайдер вот так вот вы видите анимационно выскакивает вот здесь вот в принципе неплохо смотрится для начала понятно сзади у вас еще может быть и картинка но вот эта вот кнопка подробнее я бы, наверное, ее немножко опустил, да? Скажем, надо как-то ее по центру сделать, основной вот этой контентной части в этом слайдере. Вот смотрите, анимацию видно, тоже и кнопка анимирована, все работает. Для того, чтобы положение контента сделать по центру относительно второй колонки, я захожу именно вот в этот карандаш. Обратите внимание, что карандаш есть у самого плагина кнопки, есть у самой строки вот здесь, вот у колонки, и есть еще карандаш ряд, называется это здесь, видите? Захожу в ряд и положение контента я выбираю по центру. Нажимаю сохранить и нажимаю обновить. И теперь вы можете видеть, давайте, вот анимация срабатывает. Кнопка относительно вот этой части контента, она центрирована. Ну и сразу же давайте посмотрим имитацию мобильного устройства. Когда вы слайдер настраиваете таковым планом, то, в принципе, видите, на мобильной версии смотрится нормально. Но вот эти слайды, картинки, вы видите, они абсолютно не вмещаются, понятное дело, потому что это фотография, и там у вас есть возможность загрузить для устройств а, свои картинки, чтобы они нормально смотрелись, подготовленные для мобильных устройств. Поэтому контент в слайде лучше делать вот так, да, собирать. Но тогда, наверное, этот слайд, он будет потяжелее. Если мы просто картинку загрузим, это одна история. Если а, слайдер такого плана... Скорее всего, он будет потяжелее. Так, со слайдером более-менее разобрались. Давайте для главной страницы еще выведем а, товары. Так как демо-товар у меня есть. Если вы еще не добавили товары, то ставьте там на паузу или позже посмотрите это обучение. Сначала просто нужно добавить товары в сам WooCommerce, а, e а потом уже управлять ими на каких страницах, где будет это отображаться. Также. Я перехожу в страницы, перехожу в главное, в том же месте, где и слайдер. Мы ниже просто можем добавить либо ряд дополнительный, но я рекомендую ряд, и либо по плюсу в тот же ряд добавить плагин соответствующий для новинок товаров для главной. Добавить новый ряд, вот здесь плюсик, ряд, вот он, видите, ряд добавился. Это одна колонка, в принципе, и здесь по плюсу я нажимаю Давайте посмотрим здесь элементы темы. Или перейдем в вкладка WooCommerce, плагины самого WooCommerce. Можно вот, например, недавние товары, то есть последние добавленные, значит, новинки. Выбираем этот вариант. Здесь выбираем, сколько вводить товаров в колонки. Четыре товара. Ну, сейчас посмотрим, как это выглядит. Сортировка вот по дате. И можно выбрать либо по ID, либо по автору по заголовку случайно, да, то есть будет рандомно выбираться при каждом обновлении страницы, по количеству комментариев да, и другие моменты. Давайте вот так оставим. И порядок, то есть убывание, восхождение. Ну давайте вот так сделаем, сохранить, обновить. Итак, вот у меня выводятся товары. По три штуки в ряд. 12 штук должно быть. Вот они выводятся. А, выводится Canon сверху, а, но последний я добавлял, по-моему, Sony. Это что касается порядка, поэтому здесь можно оставить, например, убывание. Обна обновим страницу, вот действительно, Sony наверху. Это говорит о том, что последние добавленные товары, они выводятся здесь. Здесь есть некий момент, то, что это узкая колонка, которая здесь показывается. У меня есть подозрение, что здесь выводится сайдбар, но в сайдбаре здесь у меня ничего нет. Виджеты обычно выводятся, мы с вами это позже посмотрим. Внизу, настройка главной страницы, находим раздел сайдбар. У вас будет стоять унаследование. Если хотите на главный, то вы можете выбрать для этой страницы слева, справа. Но сайдбар это надо еще заполнить. Да? Обычно это выводится виджетами. Мы еще с вами до этого дойдем. И размер сайдбара. И даже произвольный сайдбар можно выбрать, который отображать только для этой страницы. Я выбрал ничего. И вот как выводятся теперь товары. Мне это нравится. По центру. И все хорошо. То есть магазин, вкладка магазин. Здесь будут выводиться все товары изо всех категорий, а вкладка главная, она отображает тоже по сути все товары, но новые добавленные новинки по сути будут на самом верху. Если вы хотите по-другому это как-то реализовать, либо еще добавляете виджеты здесь их несколько, например, выводить там по несколько штук уменьшим здесь значение, да, вывести еще один виджет плагин, который отображать будет только новинки. Или давайте по плюсу добавим в WooCommerce, e например, товары по индификатору. То есть, если вы хотите, чтобы новинки. Вы сами решали, какие новинки, конкретная единица товара отображалась для главной страницы. То есть, прям поштучно выбирать вручную товары для главной. То можно выбрать вот этот вариант. Колонки 4, но хотя странно, выводится по 3. А стоит 4. Ну ладно, оставим так. Смотрите, тут по идее вот надо идентификатор указывать. Как посмотреть идентификатор? Давайте я здесь сохранюсь. Не буду закрывать эту страницу. Товары в новой вкладке открою. Мне нужно посмотреть идентификаторы, чтобы я выбрал, какие товары я считаю новинками и хочу отображать их для главной. Пускай это вот будет первый аппарат Sony. Смотрите, навожу просто мышь на фотографию товара и вот здесь вот вижу ID. 141. Возвращаюсь на вкладку сюда. Давайте добавим. Просто вот в это поле товаров я вписываю это значение, подгружается страница, товар показывается снизу, я на него просто нажимаю. Возвращаюсь на эту страницу, пускай новинка у меня теперь будет Nikon, это вот эта модель 107, к примеру, сейчас я беру 107. Она подсвечивается, я ее выбираю. И так далее. Давайте еще возьму 65, 56, 65 и 56. Вот пускай вот эти товары сохранить. Ну и смотрите, по плюсу нужен заголовок еще. Давайте произвольный заголовок, пускай это будут новинки новинки товаров. H2, цвет, пускай будет, я не знаю, серого он цвета, но пускай будет черный. Сохранить, обновить. Обновляем страницу, вот текст новинки. Вот четыре товара, которые я сам указал. Я хочу, чтобы это считалось новинкой. Вот Sony, например, да? Nikon и два Fujifilm. Видите, как все ровненько колонками. А ниже уже идет просто плагин который просто отображает все добавленные последние товары тоже по сути новинки между ними тоже можно вставить плагины любые чтобы был какой-то заголовок единственное что смотрите вот это я считаю слишком прижимается сильно давайте немножко с этим заголовком вот шрифт используя шрифт темы я ставлю пускай у меня будет шрифт темы про шрифты мы с вами еще не дошли Отдельные шрифты можно настроить в темы Woodmart, но пока сделаю просто использую шрифты. Для каждого текста я всегда вот так вот выбираю и шрифты настраиваю уже в самой теме Woodmart. А дальше. Выравнивание текста пускай будет по центру. И смотрите, я здесь еще задавал настройки отступов. Вот здесь это настраивается сразу для всех сторон margin. А это внешний, падинка, это внутренний отступ. Внешний отступ нас интересует. 20 я поставлю. Опять же, смотрите, это будет для всех сторон. Поэтому вот здесь я, наверное, зря поставил. Вот именно сверху маржин 20 пикселей. Сохранить. Смотрите, этот текст для новинок, потому что он прижимается слишком к слайду. Вот, видите, как я сделал? Небольшой отступ в 20 пикселей от слайда до текста новинок черного цвета, шрифт пожирнее, потому что там шрифт другой используется в теме Woodmart, мы еще с вами коснемся. То есть примерно вот так. Можно оставить так, можно оставить вот так. В общем, как вам здесь больше нравится, ну, я так и оставлю. То есть вот здесь заголовок тоже можно добавить между вот этими новинками и вот этим плагином. Давайте еще пробежимся по настройкам страницы главной ниже опции. Смотрите, оптимизация под мобильные устройства. Вот эта вещь мне очень понравилась. Позже мы с вами сделаем. Мы создадим HTML-блок, который создается вот здесь. И можем его здесь выбрать, чтобы для мобильных устройств была другая вообще страница отображалась. Это крутая вещь, обязательно это посмотрим. Настройки шапки тоже. У нас шапка по умолчанию, она уже есть. Мы шапок еще не касались с вами, но когда мы с вами это настроим, мы можем здесь выбирать разные шапки для разных страниц. Заголовок страницы. Мы с вами отключали. Давайте включим обратно, просто вам покажу. У нас было черного цвета, смотрите, просто чтобы вы понимали. Выбираем синий цвет. Цвет текста для заголовка. Заголовок имеется в виду, у нас главная страница. Давайте просто цвет и посмотрим, чтобы вы вспомнили, о чем вот здесь идет речь. Обновляю. То есть это все для главной, только для главной. Видите синяя подложка, слово главное. Смотрите, каждую страницу вы сможете настроить здесь для каждой страницы или отключить, как мы с вами отключали. Цвет за загол, а, текста для заголовка это получается вот этот белый цвет, светлый только темный можно выбрать, да? Page title это размер этого тайтла по умолчанию мелкий большой. Вот давайте мелкий темный обновить. Смотрим, меньше стал и стал темный. Я бы оставил, если мы оставляем мелкий, но я бы сделал светлым. И фоновое изображение. Смотрите, чтобы вы просто понимали. Например, фоновое изображение видите? Можно удалить потом его, либо оставить. Для примера я возьму картинку слайдера, чтобы не искать пока как, как какое-то другое изображение. Обновляю сайт. Видите, ну вон слово главное. И картинка туда подгружается. Картинку удаляем. А не забывайте, что цвет вот этим ползунком еще прозрачность можно задать. Настройки сайтбара. Ну, на главное не выводим. Мы с вами сайтбар еще пройдем для других страниц и коснемся этих опций. Произвольный тоже сайтбар. Можно выбрать. Вот смотрите еще. Настройки футера. Футер это самая нижняя часть сайта. Вот как выглядит сейчас футер самая нижняя часть. Конкретно для этой страницы отключить футер, вообще его отключить. Футер отключился, но это не, не самая нижняя часть, да? Это когда мы в футер что-то добавим, какие-то элементы. Но мы еще с вами это не добавили, поэтому посмотреть не можем. Отключить предфутер. Есть еще такое понятие. Давайте обновимся. Тоже не видим, потому что предфутер ничего не было добавлено у нас с вами еще. И отключить авторские права. Посмотрим. И вот это как раз то самое. Вы видите, мы полностью отключили подвал сайта. Иконки у нас с вами были. То, что мы принимаем ки платежи и копирайт. Его нет. Причем, если мы перейдем на любую другую страницу, обратите внимание, тут-то все есть. Видите, чтобы вы понимали, мы это настраиваем только для конкретной страницы. Естественно, это я все оставляю для главной тоже. Ну и шапку я для главной тоже отключаю. Все вернул на место. Давайте начнем уже а, шапкой заниматься. А, выведем самое сейчас первое главное. Это категория меню. Как это выводится примерно? Вот хотя бы вот эту часть сейчас мы выведем. Для этого мы с вами переходим вот сюда вот в Woodmart. И сразу можем перейти вот сюда вот конструктор шапки. Смотрите, как здесь э, действуем. Вот в карандаш зайдем, мы зайдем в ту шапку, которая вот уже представлена у нас. Что-то здесь есть. Мы можем создать новую шапку, да, или импортировать. Если мы на другом сайте готовили уже э, с этой же темой в Woodmart, мы готовили, мы можем импортировать. Экспорт, импорт. Э, дальше шапку назначить по умолчанию и удалить ее. Захожу в карандаш. И видим, по сути, такие вот колонки, которые некоторые у нас уже заданы. Здесь есть иконки. Смотрите, мобильная шапка отличается от компьютерной. Это очень удобно. То есть для компьютерной здесь настраиваем шапку. Здесь настраиваем мобильную шапку отдельно. Тут колонки другие. На первый взгляд может показаться, что это очень круто. И здесь, видите, похоже очень, как работает, как VP Bakery. Но когда вы более детально начнете под себя настраивать шапку, вы поймете, насколько она топорная. Вот этот конструктор он достаточно не гибкий, как может показаться на первый взгляд. Но тут с этим ничего не поделаешь. Какая есть шапка, такая есть. Дальше здесь есть настройки шапки. Ну, чуть позже коснемся, какие здесь есть варианты. Экспорт как раз а, заготовка шапки. И назначить ее по умолчанию сделать ее главной. И вот здесь вот, кстати, название. По-русски можно назвать. Главная шапка. И нажать сохранить. Если я перейду опять в конструктор шапки, то название вот. То есть вы, вы должны понимать, вы можете создать неограниченное количество разных шапок и назначить их для каждой разной страницы. То есть это очень-очень круто. Теперь конкретно по моментом. У нас же здесь есть логотип, здесь есть меню, есть иконки, есть социальные кнопки. Это сразу видно здесь. Текст HTML. Видите, навожу мышь, карандашик, заходим. Это текст, который мы можем, например, адрес доставки или наш офис вот сюда вот поменять. Либо удалить вообще этот HTML отсюда. Вот по крестику удалить, дублировать. Социальные кнопки тоже коснемся позже, это то, что выводится здесь. Соответственно, вы понимаете, дальше вот тут добавлен аккаунт, поиск, список желаний. Вот здесь по плюсу а вы добавляете в эту колонку из предложенных еще есть разные варианты. Также каждый момент отсюда поиск удалить, удалить, корзину удалить. Это все то, что здесь выводится. Но мы это ничего не удаляем, это находится на своем месте. Мы это все с вами оставляем. Логотип вот логотип сейчас мы с вами изменим и здесь еще есть такой вот header button основное меню которое не задано вот как раз сюда самое мне сейчас важно это основное меню захожу в карандаш меню у нас с вами меню если возьмем то меню которое у меня было создано до этого обучения я вам показал вкратце меню один оно и будет выводиться это вот эти меню мне это не нужно, мне нужно вывести категорию товаров. Поэтому сюда мы рано зашли. Мы с вами возвращаемся в меню WordPress. Внешний вид, меню. Здесь, кстати, настройки экрана. Может не отображаться категории товаров. Ставим отображать категории товаров. Закрываем вкладку. Вот сюда, теперь категория товаров. Вот она. Давайте посмотрим это я то, что создал до этого обучения. Я вам уже об этом говорил. То есть это категория товаров в WooCommerce. E Canon, Fujifilm, Nikon, Sony. То есть это нужно вывести на сайте. А, выводим не сюда, не в общее меню, а создаем новое меню. Нажимаем на ссылку «Создать новое меню». Название. Ну, для себя как угодно называйте. Я назову категорию товаров. Здесь а, ничего не добавляю. Вот эти пункты все буду вручную добавлять. Просто заголовок и создать меню. После создания меню вот здесь будет выбор, какое меню вы редактируете, хотите редактировать. То есть меню и выбрать мы попадем, где у нас добавлено главный магазин акции, гарантии и подобного рода страницы. Я выбираю категории товаров, выбрать. Видите, пунктов не добавлено здесь. Категории товаров ставлю все птички и добавить хотя можно было вот так вот выбрать все видите вы выделить все здесь местами меняете так как вы хотите либо под пункты я поставлю наверное наверное вот так и обязательно нажимаем сохранить меню в таком случае сейчас на сайте мы ничего не увидим. Теперь вот как раз-таки мы возвращаемся в конструктор шапки. Захожу в карандашик, основное меню, в карандашик. И вот здесь теперь, видите, появляется категория товаров. Выбираю здесь стиль, подчеркнутый с рамкой отдельной, но это надо смотреть, как это выглядит. Выравниваю слева в центре справа меню на весь экран. То есть пока ничего не делаю, нажимаю «Сохранить» и «Сохранить» иду на сайт, обновляюсь. И вот что получается. Я просто меню заменил здесь, видите? То есть сделал немножко не то действие. Возвращаюсь, оставляю меню как было. Сохранить. Прямо здесь, смотрите, вот в эту колонку, где основное меню, я нажимаю по плюсику. Нахожу здесь плагин, видите, категории, выпадающий список. Выбираю здесь. Вот здесь я теперь выбираю, выбираю категории товаров. Тип иконки ну, можно оставить как есть. Цвета, рамка. Тоже пока здесь ничего не трогаю. Темное, светлое тоже не трогаю. Нажимаю сохранить. Единственное, что вот категории, смотрите, мы можем зажать кнопкой, левой кнопкой мыши и перетянуть сюда, чтобы оно было здесь первым. А основное меню вот так. Нажимаю «Сохранить шапку» и обновляю страницу. И вот на главной странице, то есть при наведении категории, то есть основное меню остается там, где оно должно быть. Здесь вот они уже идут категории. Canon. Выводит только ну, на Canon, да. И также здесь тоже можно попасть в другие категории. Вот выводится только Canon. А, например, вывожу, перехожу в Sony вот она Sony, только Sony продукция выводится. То есть вот так вот выводим категории. Кстати, вы можете вот эти категории сопроводить иконочками. Давайте я быстро покажу, как это сделать. Кстати, вот это название почему-то слетает. Вы помните, я менял на русский. Оно слетает по умолчанию. Не знаю почему. Так, ну, в общем, пускай на английском остается. Uh, WooCommerce и товары и получается категории. Я просто к одной категории добавлю. Но это я делал вне этого обучения, я уже об этом говорил. Просто заходите в любую категорию товаров. А просто ниже опции они как раз таки идут от темы Woodmart. Возможности для категории товаров. Загрузить иконку для меню категории на странице магазина. Ну, иконка должна быть маленькой они должны быть заготовлены. У меня, к сожалению, иконки не заготовлены. Вот Canon у меня есть такая иконка. Не знаю, как она будет смотреться. Давайте выберем ее. Обновить категорию. Я загрузил специально одну картинку, перешел в категорию Canon, чтобы вы увидели, вот она отображается рядом со словом Canon, но сюда не выводится. Для этого момента иконка для отображения на главном меню. Загрузить я загружаю просто ту же иконку. Выбрать. Обновить. Вот как раз таки там, где мы второй раз загрузили, видите, это выводится вот здесь. Если одинаково размера иконки загрузить для других категорий, то вот здесь в принципе меню категории будет смотреться достаточно симпатично. И иконка должна быть с прозрачным фоном, скорее всего SVG иконка вот здесь, а не как у меня JPG. Итак, я вернусь в Woodmart конструктор шапки. В карандашах зайдем, смотрите, у вас здесь есть еще вот это нижнее header button, где у вас категории меню вот такой карандаш основной строки. Заходим сюда. Высота может быть настроена. Высота строки скрыть. Видите, стоит галочка для мобильных устройств, потому что для мобилки у нас отдельное меню. Здесь можно, смотрите, сделать плавающий, поставить птичку, сохраниться. И получается классная вещь при прокрутке. Смотрите, меню наверху. И эта вкладка с категориями, видите, всегда видна при прокрутке. Вот, поэтому я бы, наверное, рекомендовал оставить прячется только верхняя часть, а меню видно. Дальше на вкладке «Цвет» в самый низ, смотрите, мы делаем нижнюю границу в один пиксель шириной. Цвет задаем. У меня это, ну, просто серый цвет выбираем. Вот серый цвет. Дальше «Солид» сплошной вариант. И на всю ширину. Да, даже, наверное, прозрачность можно задать сохранить, сохранить. Даже, наверное, ползунок прозрачности я уберу где-то вот так. Сохранить, сохранить. Это задает тонкую рамку, которая, так сказать, подчеркивает, где кончается область под менюхой. Вот как верхняя рамка была, теперь еще внизу появляется такая рамка. Также это и на демо тоже эта рамочка, она там присутствует. И еще, вот этот отступ от слайда до меню я хотел бы, тут на самом деле на ваше усмотрение, я хотел бы, чтобы он прижимался к границе меню, но я не нашел настроек этого отступа. Возможно, если вы более внимательно посмотрите, найдете, то напишите в комментариях, где это есть. Но я очень быстро это решил. Тут 40 пикселей отступ. Просмотреть код. То есть можно просто вот так вот сюда кликнуть, навести сюда, нажать. Вот увидеть это Mind Page. Видите, Padding Top 40. 0 надо поставить. Я отсюда этот кусок кода вот так вот копирую. В блокноте вам просто покажу. Вот этот кусок кода нужно вставить на сайте. Только Padding Top вместо 40 сделать 0. Копирую отсюда. Это закрываю инспектор. И смотрите, перехожу страницы, захожу в главную страницу. Вот здесь есть такая шестеренка, куда можно произ... написать произвольный CSS. И тут написано, он будет э, выводиться только на данной странице, этот код действует. Потому что вдруг для других страниц там не нужен этот отступ, а только для главной. Поэтому здесь я его вставляю, нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ Когда сюда мы добавили хоть один CSS, то он будет помечаться вот такой желтый. Э, эмблемкой и обновить. Вы, конечно же, можете оставить этот отступ, если он вам как бы приемлем. Обновляем сайт, видим, что слайдер прижимается к нашей плашке меню. Мне так нравится больше. Что касается мобильной версии, ну мы с вами будем проходить чуть позже настраивать вообще мобильную версию. Вот и давайте я вернусь настройки конструктора. Я хочу некий отступ между менюшками добавить. Это можно сделать. Захожу в карандаш. Основное меню я перенес на вторую вкладку. Не страшно, то есть они были здесь оба. Я его сюда перенес. Здесь видите есть стиль по умолчанию подчеркнутый с рамкой, отделенный, например, выбираю, нажимаю сохранить, сохранить. Если обновим сайт, то видим маленькая черточка, видите, отделяющие пункты меню. Мне так нравится больше. Давайте логотип еще поменяем сейчас. Вот наш логотип. Заходим в карандаш. Ширина сразу можно задать. Добавить атрибуты ширины и высоты. Загрузить свое изображение. Я с компьютера сейчас загружу свое. Для тех, кто не знает, логотип лучше загружать в формате SVG векторная графика, которая без потери качества будет смотреться на разных устройствах одинаково хорошо. Но я в своем случае загружу PNG, так как это просто тестовый сайт. Так, загружено. Выбираю. Давайте посмотрим, как выглядит на сайте. Обновимся. Вот мой логотип. Да, но здесь он, конечно... Итак, я загрузил немножко другой логотип, но сразу давайте на мобилке, видите, у нас, по идее, другая копия. Давайте я перейду на иконку мобильного меню. Вот он логотип. И загрузим. А, то есть мобильный логотип, он должен быть меньшего размера. Пускай у меня будет это просто иконка моего логотипа без текста. Добавить. Размер тоже можно указать. Сохранить. И давайте посмотрим. Обновлюсь здесь для компьютерной версии тот логотип, который я указал. А для мобилки... Соответственно, тот логотип, который я здесь указал. Но, опять же, здесь просто нужно его поднастроить, возможно, большой размер. Так, ну, я сделал 100 пикселей. Вот для мобилки будет такой логотип. Дальше. Вот здесь большая пустая область в центре шапки. Я предлагаю здесь разместить более а, развернутый, скажем, поиск. У нас поиск автоматически, вот он выводится в шапке. Давайте, кстати, посмотрим. Вот так по клику появляется область поиска. И посмотрим, как ищет. Поиск у нас с вами не настроен. Вы видите, я вел Sony, и у меня ничего не найдено. Так как поиск, можно настроить поиск по записям. Конкретно этот поиск плагина, который идет от темы Woodmort. Можно настроить для магазина поиск, для записи и так далее. Давайте как раз им займемся. То есть можно его здесь, конечно, и оставить, а я предлагаю оттуда его убрать и разместить более развернутый поиск в этой центральной области. Я захожу в конструктор шапки опять. Вот он, поиск. Я могу просто по крестику его отсюда удалить. И вот у нас есть центральная колонка. Нажимаем сюда. Вот он, поиск, форма поиска. Выбираем его здесь. Вот, например, тип записи товар. У нас была запись, выбираю товар, чтобы искал товары. Поиск с помощью Ajax. Это технология без перезагрузки страницы. То есть сразу ищет, показывает результат. Но ну, это интересно, смотрится прикольно. Количество результатов поиска Ajax. Здесь можете количество похожих товаров, сколько он будет находить. На весь экран выпадающее меню. А давайте вот эти три варианта, их надо рассмотреть визуально. И тип иконки можно загрузить свою или оставить, которая ну, предлагается. Сохранить. Поиск теперь здесь. Нажимаем ⁇ Сохранить шапку ⁇ Пойдем на сайт, обновимся. Вот иконка поиска. Ну, то есть это то же самое, что было здесь. Потому что просто переместили ее, по сути. Это тот же самый плагин. Вот так вот, если будем выбирать, то он будет меняться. То есть я хочу вам показать все разновидности поиска обновимся. То есть при клике, при наведении вот такая вот плашка возникает, но тоже что-то здесь не то. Вот форма. И вот когда выбираем форму, смотрите, либо вот так, либо можем выбрать вот так. Показать выпадающую категорию тоже предлагаю выбрать. Давайте сохранить, сохранить. И получается вот такой вот поиск, поле для поиска. Смотрите, ввожу Sony, посмотрите, как он классно находит вместе с фотографиями можно искать по категории. То есть сначала выбираем категории, в которой в категории я хочу. Потом ключевое слово вбиваю и ищу в этой категории. И кнопка поиска, но она, она у нас работает на AJAX без перезагрузки. Можно нажать и будет искать. И результаты поиска, вот он, Sony нашел, или смотрите, просто сон написал, смотреть все результаты можно нажать. И тогда он будет показывать вот такую страницу, где будут все результаты с ключевым словом Sony. Вот такой поиск. И мне он нравится. При. То есть, мобильной версии у нас многие элементы, конечно, уже автоматически будут здесь выглядеть хорошо. На мобильной версии. Поиск у нас получается вот здесь. То есть человек заходит, вот здесь он вводит ключевое слово, ищет. Здесь, на ваше усмотрение, разновидности есть. Можете выбрать как-то, как чтобы из предложенных вариантов, как вам больше нравится. Я решил вот поиск оставить так. Давайте продолжаем разбираться с шапкой. По поводу верхней плашки, смотрите, мы с дизайном, с цветом, я предлагаю определиться, то есть общий акцент цвета сайта сейчас зеленый. Вы это видите, верхняя подложка. Я хочу, чтобы у меня вообще был желтый сайт. Цветами мы займемся позже, конечно же, когда будем разбирать настройки Woodmart более детально. Но Верхняя вот эта плашка, она меняется в конструкторе. Вот здесь это видно кружочком, поэтому я предлагаю сразу это здесь поменять. То есть общий цвет сайта, всего сайта, настраивается в другом месте. Но именно вот эта верхняя подложка, верхняя полоса а, зеленая, она настраивается именно здесь. Вот видите, топ-бар, зеленый цвет, если я сюда по карандашу зайду, цвета, вот они зеленые. То есть просто кликаю, давайте будет у меня даже не желтый, а Пускай будет оранжевый. Но если желтый выбирать, мне надо оттенок немножко сделать, чтобы он был немножко темный. Неохота сейчас с цветом возиться. Оранжевый более-менее. Но чтобы на таком цвете белыми буквами было более-менее видно. Не принципиально вообще, просто хочется другой цвет. Сохранить. Видим кружочек оранжевый. Нажимаем сохранить. То есть остальные цвета, все вот эти моменты, кнопки, это все в одном месте меняется. Вот, пускай будет оранжевый. Видите, о чем я говорил, что белый текст хорошо читался на этом оранжевом. То есть если это будет слишком светлый оранжевый, то белый текст будет теряться. Так делать нельзя. То есть вот эти элементы, видите, вот остаются зелеными. Кнопка поиска зеленым. Вот тут вот корзинка зеленая. И вообще кнопки... Все остальные на сайте, вот они, все зеленые, они будут в итоге потом все вот такого цвета. Ну, пускай оранжевый. Дальше по поводу там, размещения телефонов. Вот, да, можете просто вот html. Берете, здесь просто телефоны прописываете. У вас есть вот, пустая область. Вы берете здесь, вставляете html. Вот, текст html. И у вас вот тут в центре будут, например, телефоны. Социальные кнопки. Если не хотим выводить, смотрите, просто по крестику удаляем. Давайте рассмотрим, что здесь есть. Ну, там тип кнопок. Можно сделать размер там. Вот, прям побольше я сделаю. Выравнивание, стиль, плоский, там, цветные. Ну, пускай будут цветные. Круг, квадрат, пускай будет квадрат. Это только дизайн. Вот я немножко его изменил. Давайте посмотрим. Вот они, цветные. Ну, видите, слишком здоровые. Здесь, конечно, я сделал их. Давайте сделаем поменьше. То есть вот они были 14. И вот смотрите, согласитесь, по дизайну они выбиваются. То есть э, такие цветные не очень хорошо смотрятся. А, возможно, круглый будет лучше смотреться, но я сделаю простой. То есть по дизайну, чтобы это смотрелось хорошо, не бросалось в глаза. Пускай будет, ну вот, вот такой дизайн в кружочках, в принципе, нормально. А где меняются соцсети, вдруг вы не хотите отображать эти или другие, потому что здесь Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn и Telegram. И опять же, что это за кнопки? То есть, если я нажимаю на Facebook, давайте посмотрим. Вот я нажал на Twitter. Это кнопки не где вы есть в соцсетях, а поделиться, чтобы человек мог кликнуть и поделиться вашим сайтом в своей соцсети. Вот что это за кнопки. То есть, это кнопки «Поделиться». Давайте сразу рассмотрим, раз уж мы их начали смотреть, где настраиваются они, убираются, добавляются новые, меняются. Все это настраивается в настройки темы социальные профили. Как только нажимаем, появляются еще, видите, дополнительные подпункты кнопки с шаринга. То есть по-другому это кнопки с шаринга, поделиться. Как раз то, что в шапке у нас находится. Например, LinkedIn, по-моему, он вообще уже сейчас не, не работает. Я не знаю, вот можно его выключить. Смотрите, включить, поделиться для русскоязычного, русскоязычной аудитории. Например, ВКонтакте, ой, Одноклассники, вот ВКонтакте есть. Facebook, например тоже выключу pinterest тоже выключу twitter выключу то есть даже есть русские соцсети telegram оставляем иконка может быть поделиться почты смотрите есть вайбер не знаю сейчас попробуем но у меня на другом сайте почему-то вайбер не работает и WhatsApp. видите все современные моменты есть сохранить посмотрим работает ли это и работает это именно для этой области обновляемся Видим, поменялись кнопки Одноклассники, «Вайбер», ВКонтакте, Телеграм, точнее это WhatsApp, а вот «Вайбер». И с «Вайбером», ну тут с компьютером мне сейчас не видно, это надо как-то, наверное, с телефона заходить. В общем, остальные кнопки нормальные. Но надо проверять, смотреть, вот Одноклассники все нормально, ВКонтакте вроде тоже нормально. Да, поделиться сайтом. Вот оно, в принципе... Если вам здесь эти кнопки не нужны, можно просто их убрать, да? Я вам показал, где в шапке их отключается. Еще может быть вот такой нюанс. Смотрите, я поменял здесь свое название, добавил телефон. Телефон, кстати, просто текст. Так делать нельзя, надо делать кликабельным. Здесь уже сейчас я показывать это не буду. Я много раз это говорил, как это делается. Если не знаете, посмотрите в интернете, как делать, чтобы вот он был при наведении, пальчик появлялся по идее, то есть телефона, если я захожу, я нажимаю пальцем прямо по шапке по этому телефону и могу написать либо смс, либо позвонить. Но сейчас речь не об этом. Видите два телефона, и они как далеко друг от друга. Я вот этой колонке добавил вот здесь вот два HTML-блока для двух телефонов, смотрите. Вот, сделал белым цветом, сделал жирным. И вот еще один дубликат. Допустим, два телефона. Но они, видите, как далеко друг от друга. Как это быстро правится? Захожу в каждый HTML, вставляю птичку Встроенный блочный элемент сохранить. И в этом HTML-блоке строчный блочный элемент. Сохранить, сохранить. И тогда смотрите, после обновления вот они а, на нормальном расстоянии. То есть вот все смотрится нормально. Раз уже занимаемся шапкой, давайте сразу моменты прогоним. А, и мобильные тоже. Смотрите, ну корзина нормально. Смотрится, логотип, социальные кнопки. Но на что не хватает? Меню основного выводится. Вот здесь, вот по клику, видите, нет категории товаров. И вот эти моменты по телефону тоже не выводятся. Мы с вами переходим. Мобильная шапка, мобильное меню смотрим. Вот у нас соц. кнопки, которые вверху. Так, чтобы при клике по гамбургеру, вот здесь меню у нас все правильно отображается. А при клике по категориям вылазят категории нашего магазина. Чтобы также у вас было, вы в мобильном меню Заходите в мобильное меню. А вот здесь, вот меняете просто Мой меню у меня было. Я выбрал категории товаров. Также здесь показать форму поиска. Можно вообще убрать поиск, да. Показать меню категорий. Все. И иконку там свою загрузить. Иконка, иконка с текстом. Ну, такие небольшие настройки. Сохранить, сохранить. Все. И теперь у нас здесь тоже настроено. То есть, поиск, вот он, есть. Вот общая страница, вот категории товаров. То есть я могу кликнуть по категории скажем если я с мобильного устройства и вот они товары отображаются что касаемо телефонов телефоны на мобилке тоже надо чтобы они высвечивались так как здесь у нас этого нет давайте посмотрим что можем сделать здесь на мобилке то есть header button давайте посмотрим у нас есть пустая область для ввода html блока с телефоном например так, в этой области header button я размещаю HTML. Два телефона добавляю. Здесь, в карандашике, смотрите: я снимаю галочку спрятать для мобильных устройств. Она зажата будет у вас. Снимаете, чтобы показывалось. И получается, что вот они, телефоны, вот они выскакивают на мобилке. На компьютере их нет. Вот если я обновлюсь. На компьютерной версии их нет, потому что у нас другая область для телефонов. Для компьютеров вот наши телефоны. Для мобилки нет. Еще раз смотрим. Вот они для мобилки. Обновляемся. Вот они высвечиваются. Так, в принципе, вот на этом уровне мобильная шапка у нас настроена. Мы с вами тоже настраиваем меню и давайте посмотрим, как реализовывается мега-меню. Это при наведении дополнительной плашки, где обычно на несколько колонок могут быть разбиты дополнительные пункты меню, а также внедрение сразу и товаров. Вы видите, или каких-то картинок прямо в область меню. Это и есть так называемое мега меню. Это встроено в тему Woodmart, Это здесь у вас тоже есть. И давайте вот с чего начнем. Перейдем с вами в внешний вид меню. Например, сначала покажу, как работают всплывающие подсказочки. Ну, или это лейбл по-другому называются. Вот, например, есть у нас страница акций. Разворачиваем список. И сразу для новичков вы видите многочисленные здесь поля всевозможные настройки. Чтобы вы понимали, если у вас будет другая тема для сайта, у вас этих опций уже не будет. Возможно, их будет гораздо меньше. То есть сюда добавляются поля с настройками дополнительные именно от темы Woodmart, когда она у вас активирована. И первое, что я хочу показать, это текст надписи, вот этот лейбл. Например, это акция пишу просто текст вот здесь смотрите скидка 30 процентов и цвет вот этого лейбла я хочу ну вот из предложенных цветов выбираю красный и нажимаю сохранить это крутая штука сразу говорю обновляемся и сразу же у нас теперь всегда над пунктом акции вы видите всегда будет вот такой вот лейбл видите скидка 30 процентов это страница где у нас будут например товары с акциями. Чуть позже посмотрим, как сюда акционные товары добавлять. И самое, что интересно, на мобильной версии, давайте обновимся. Если я зайду в меню, видите, как тоже хорошо смотрится. И это разного рода лейблы вы можете добавить к разным пунктам меню. Давайте добавим именно к категориям хотя бы один вариант. Здесь я перейду к категории товаров. То есть перехожу в совсем другое меню. Допустим, на Sony есть какая-то акция или, я не знаю, бонус. Напишу здесь бонус. Цвет зеленый пускай будет. Пускай будет большими буквами. Бонус сохранить. Пойдем на сайт, обновимся и видим, как выглядит лейбл в таком меню. Тоже смотрится все хорошо. Сейчас обратил внимание, какой иконки сюда не хватает. У нас есть иконка ⁇ Понравишься ⁇ а иконки ⁇ Сравнить товары ⁇ нету. Я возвращаюсь в шапку, возвращаюсь в эту колонку по плюсу. Здесь есть такое, смотрите, иконка ⁇ Сравнить ⁇ Добавляю. Иконка, иконка с текстом. Просто пускай будет иконка. Можно загрузить свою или оставить такую же. Все, сохранить. И пускай она будет после списка желаний, если получится ее разместить здесь. Вот так вот. Сохранить. Тут на ваше усмотрение уже вы настраиваете этот конструктор так, как вам нужно. Вот появляется, видите, дополнительная иконочка, иконка сравнения. Кто не знает, как это работает в магазинах, можно добавить два товара и сравнить характеристики. То есть вот примерно так это работает. При наведении на сам товар, вот эта иконка, я нажимаю, крутится колесико, потом показывается галочка, что добавлен. То есть, как будто бы в корзину добавляем, но мы добавляем именно в сравнении. Сразу появляется единичка, видите? Этот товар Fujifilm по характеристикам я хочу, например, ну, к примеру, с Альфой и Sony сравнить. И понравившийся, да, тоже как действует. Вот сердечко, нажимаем, тоже заходим в это кстати, посмотреть сейчас не сможем. Кстати, давайте сразу, раз уж об этом мы заговорили, это сразу и настроим. И потом вернемся уже к мега-меню. Если я сюда перейду, то я не вижу этих страниц, потому что их нужно сначала настроить. Вот эта страница сравнения товара и страница... Мне нравится. Хорошо, что я сейчас об этом заговорил, иначе бы я потом об этом забыл. Как их настроить? Если перейдем в настройки темы, и дальше мы перейдем с вами в магазин в подпунктах меню это настраивается здесь. Смотрите, список желаний и сравнить. Список желаний. Нам нужно страницу а, выбрать здесь, чтобы она была ну, рабочая. Но страница списка желаний, видите, нам нужно ее создать. Выберите страницу для таблицы списка желаний. Она должна содержать шорт-код. Вот. вот так это настраивается. Мы копируем отсюда шорт-код. Список желаний. Переходим страницы. Создаем с вами добавить новую страницу список желаний. Введите сюда текст, просто вставляя шорт-код. А заголовок страницы список желаний. И опубликовать. Так, возвращаемся в тему магазин. Дальше список желаний. Теперь Находим страницу здесь. Вот он, список желаний. И сразу же давайте пройдемся по настройкам данной страницы. Список желаний, список желаний. Включить функцию список желаний, встроенную в тему. Включить, да, страницу мы выбрали. Только для авторизованных. Здесь сами решаете. Только авторизованные пользователи могут или гости сайта тоже могут добавлять. Показать кнопку на товары Цикли, пускать да, сохранить состояние кнопки после добавления товаров в список желаний, да, нет. И вот текст, если список желаний пуст. Здесь просто переводите текст и вставляете на русском. Только обратите внимание, здесь есть некий тег, это br, это перенос строки. Поэтому мы сначала вот этот текст выделяем. Переводим через, например, переводчик. Например, Яндекс Транслит вставляем и на русском сразу получаем. У вас еще нет товаров в список желаний. Но если английский знаете, то, конечно же, пишем сюда, переводим. То есть BR так uh, мы не трогаем, оставляем здесь. Вот это мы второй строчкой переводим, что это значит. Если будет список желаний пуст, пускай будет uh, на русском. Сохранить. Настройки сохранены. Давайте сразу проверим. Идем на сайт список желаний. Перейдем. Смотрите, теперь, во-первых, страница доступна, список желаний. Как убрать черную плашку, вы уже знаете, отдельно для страниц. И я добавил, чтобы не потерять список желаний. Этот товар, он мне нравится, например, я позже хочу его купить. И могу вот отсюда удалить, если вдруг не буду больше пользоваться. Ну, не захочу покупать или купил уже. Ваш список желаний пуст. Это вот то, что мы с вами сейчас на русский перевели. Иначе бы здесь был на английском языке. И вернуться в магазин. И то же самое у нас страница. не, Мы не можем посмотреть. Точнее, перехожу я в сравнение. Это страница. Вот она, сравнить. Тоже здесь нужно указать страницу, и тоже нужно шорт-код к странице. Аналогичные с вами действия выполняем страницы. Добавить новую. Пишу страница сравнения, добавляю код, шорт-код. И сразу отключить заголовок страницы, вот эта черная плашка, да, там я забыл сделать. Отключаю здесь, опубликовать. Возвращаюсь в магазин. Сравнение. Страница сравнения. Включить страницу, показать иконку в сетке товаров да, нет. Выберите поля, какие должны быть представлены на странице сравнения. Но вы должны понимать, что мы сравниваем. И наши, и ваши здесь атрибуты, вот которые я добавлял вне этого обучения, атрибуты товаров и то, что я проходил в бесплатном своем курсе ваш первый интернет-магазин. Если не знаете, смотрите. То есть это вот тут товары, атрибуты. Вот здесь это добавляется. И они потом вот здесь показываются. То, что я выбрал там артикул, цвет, по каким моментам. И можно все, по всем моментам, человек, чтобы сравнивал. Или какие-то выборочные. Пускай будут все. И также текст, который будет на английском, переводим здесь на русском. Итак, текст я заменил, сохранился. Давайте посмотрим на сайт, обновимся. Иконка сравнения, видим там двоечка, два товара, вот они, два товара, вот так они выглядят. Вот они, нижние характеристики, характеристики по которым я хочу сравнивать товар. Это то, что вы можете выбирать вот по крестику, удалить ненужные сравнения, по которым вы не хотите, чтобы человек сравнивал товары. Вот. И также наверху удалить из сравнения эти товары. Вот. Если пустая страница, да, то здесь нолик. И тоже вот этот сайт-бар, видите, здесь у нас показано. Но это надо вернуться в страницы, отключить сайт-бар, чтобы тут сайт-бар еще не показывался. Я думаю, вы уже знаете, как это делать. Мы с вами это проходили. Далее, чтобы нам реализовать мега-меню, сначала нам нужно его создать в специальном разделе. Это у нас вот здесь есть блоки HTML. Сюда переходим. Познакомимся с вами сейчас с этим блоком. Здесь ничего нет. Мы нажимаем здесь добавить. Сейчас мы конструктором в Бейкере будем создавать. Сначала вы посмотрите, а потом уже поймете, как это делать. Допустим, я хочу сделать для Sony какое-то дополнительное вот это мега-меню. Пишу заголовок, категорию. Сразу рекомендую здесь вот добавить. Это можно вот отсюда добавить категорию или прямо отсюда. То есть категорию для мега-меню вот для Sony. И нажимаю обновить. Опубликовать. Так, вот непонятно с категориями, что почему-то не создалась. Пишу Sony добавить новую категорию. Вот она здесь добавилась. Возвращаюсь в все элементы. Чтобы все было структурировано, возвращаюсь в Sony. В этот блок. Вот. Теперь появился, видите, выбираю галочкой категорию Sony и нажимаю обновить. Далее нажимаю на Bakery редактор. И добавляю, например, ряд. Пускай будет три, наверное, колонки. Да? Вот так вот. Здесь будут дополнительные там менюхи. Здесь я нажимаю по плюсу элементы темы и добавляем сюда специальный виджет дополнительное меню. Создайте список меню для раскрывающегося меню в мегаменю. Добавляем надпись, чтобы вообще было представление у вас в голове картина, так скажем. Сначала просто я напишу меню, а потом уже будете понимать, где этот текст отображается и что сюда лучше написать. Ссылку можно повесить на это меню. Надпись. Текст надписи не обязательно. Цвет пока тоже трогать я не буду. А изображение... Ну давайте сразу добавим Sony. Какую-нибудь картинку Sony. Пускай вот это. Размер изображения. А, тоже пока оставлю пустым. Сохранить. Далее. Плюсик вот этот, именно этого плагина. На него нажимаю. Здесь сразу будет единственный элемент. Элементы меню. Выбираем. И название. Это уже название менюшки. Например, меню 1. Ссылку. Это может быть внутренний какой-то товар. Я поставлю просто решетку. Сохранить. И на этом уровне даже сохранить. И дальше смотрите, просто я дублирую. Например, вот так. Соответственно, в каждый заходите и меняете название там меню 2 или как-то по-другому называется, ссылку добавляете. И дальше мы вот на эту иконочку дубликата и перетаскиваю сюда. То есть, чтобы просто ускорить процесс. И эти менюшки все меняете. А сюда я добавлю что-то другое. Например, элементы темы, товар, сетка или карусель. Просто демонстрация, чтобы вы понимали, да? Здесь, например, товары. Категория. А здесь выбирайте, какие источник данных, категория или теги. Пускай будет sony. По, по тегу Sony. Когда я товары добавлял, я к каждому товару добавлял теги. Если вы теги не добавляли в товары, то вы так и не найдете товары. Поэтому, значит, тегу товара пускай находит. Дальше. Макет. Карусель. Пространство между товарами. Ну, не знаю, это надо уже смотреть, как это будет выглядеть. А Дальше. То есть вы сюда, по сути, можете вставить все, что угодно. Я вставляю именно сейчас для демонстрации. Слайдер. Карусель. Слайдер при просмотре. Там 4 штуки. Автозапуск. Пускай да. Скорость. Пускай будет 2000 миллисекунды. Пока на этом уровне давайте вот прямо вот сохранимся. И это у нас только подготовительный. да, нажимаем еще тут обновить. Теперь надо, надо посмотреть вообще, как это все теперь будет смотреться. Сейчас, конечно же, если мы обновимся, мы ничего не увидим с вами на сайте, потому что мы еще не добавили. Мы пока только подготовились и создали дополнительные области для мега-меню. Теперь, когда у нас хотя бы один вариант есть, для просмотра я иду теперь уже внешний вид э, меню раскрываю тот пункт в который я хочу вставить это мега меню полная ширина или установить размеры если установить размеры то можно выбрать ширина выпадающего списка и высоту давайте полная ширина как только здесь это выбираем э, на вкладке дизайн появляется блок html для выпадающего списка и вот она э, sony тот блок, который мы сейчас только что создали. И есть ссылка редактировать блок в визуальном редакторе. Если мы перейдем по этой ссылке, то в новой вкладке открывается, видите, блок HTML, и открывается то, что то, что мы с вами сейчас с вами сделали, скажем. И ссылка есть добавить новое. На этом уровне я нажимаю сохранить меню. То есть я подвязал HTML-блок к пункту меню Sony. Категория Sony. И смотрим. Обновляем сайт, как это будет работать на сайте. Итак, что не получилось, что получилось? Во-первых, получилось вывести три колонки. Иконки меню и вот они пункты меню, которые вы уже поняли, как менять. Не получилось у нас здесь слайдер. У меня выводится по четыре сразу. Надо, чтобы одна выводилась. Но теперь у нас есть представление, и мы можем вернуться сюда. И донастроить то, что у нас не получилось. Слайдеры при просмотре 4. То, что мы с вами увидели. 4 товара. Ну, то есть, они не умещаются, им очень мало места. Я выставляю 1. Сохранить, обновить HTML этот блок. Еще раз обновляю сайт. И посмотрите, какая получается красота! Менюшка выводится. Естественно, то, что тут пробелы такие, вы должны понимать, у вас, скорее всего, название менюшек будет подлиннее и будет смотреться уже поинтереснее. Я вам сейчас показываю чисто базу. Здесь уже можете настроить, мне кажется, по-своему. И для каждого пункта теперь можно настроить для каждого свое мега-меню. Получается, смотрите, как тут прикольно. Вот так вот стрелочками, да? Плюс... Это мог быть там топ-товары. Вот, например, да, переключается еще товар. То есть это все ссылка. Если я кликну отсюда из мега меню, я, естественно, провалюсь в этот товар, в который, по которому я кликнул. То есть это очень-очень круто и симпатично. Ну и мне самому теперь интересно, как это будет смотреться вообще, в принципе, на мобильном устройстве. Имитация. Давайте посмотрим. На мобильном я не увидел. То есть здесь, если я просто кликаю, меня просто перебрасывает в категорию Sony. Так, с меню мы разобрались. С мега меню, под пункты меню, думаю, тоже сможете сделать. Есть некоторые моменты, которые хочется показать про некоторые страницы, например, акции. Как сделать так, чтобы автоматически сюда попадали товары с разных категорий, аукционные, то есть когда вы назначаете скидку товару, временную, чтобы они сюда автоматически на эту страницу попадали с копом. Когда скидка а, исчезает, то есть скидку вы снимаете, естественно, они отсюда автоматически а, тоже а, будут убираться. Давайте вот этот момент сейчас тоже с акциями продумаем. Во-первых, давайте вернемся в страницы, уберем сайт-бар, уберем вот эти моменты. Мне здесь это не нравится. Перехожу в страницы, а, ищу акции, заходим внутрь. Вы уже знаете, как это делается. Ниже «Отключить заголовок» отключаем. Настройки сайтбара не выводим здесь сайтбар. Обновить. Все это делается просто. Мы с вами нажимаем на синюю кнопку VP Bakery. Будем эту страницу конструировать с помощью конструктора. Дальше я нажимаю на кнопку Backend Redactor. Добавить блок. Ряд. По плюсу нажимаю. Далее выбираю вкладку WooCommerce и нахожу плагин или виджет товары со скидкой, список всех товаров со скидкой. Вот он нам нужен. Выбираем его здесь. И просто назначаем лимит, сколько отображения товаров. Колонки там 4-3. И тоже сортировка. То есть особо настроек тут даже нет. По сути, готово. И нам остается проверить, как работает. Сейчас я обновлюсь. Естественно, видим голую страницу как раз таки и сейчас и будет демонстрация. Дело в том, что я ни к одному товару не добавил скидку. И вот смотрите, страница пуста, когда скидок нет. Так, теперь мы идем в товары. Их просто ради демо нескольким товарам дадим скидку. Смотрите, заходим сюда, Sony. Этот товар у меня простой, на вкладке основные, вот цена и цена со скидкой, цена распродажи. Делаем скидку и нажимаем обновить возвращаемся на сайт если я перейду с sony показывается лейбл в зеленом овале в таком дойдем еще по настройкам как это настраивается но самое интересное в акции перейдем вы помните здесь ничего не было но теперь автоматически товар сюда попадает с перечеркнутой ценой и соответственно они скопом все здесь будут находиться, все аукционные товары. И они отсюда автоматически будут убираться. Еще раз повторюсь, когда вы будете заходить в товар и отсюда убирать акцию. То есть акция больше не действует, цену распродажи убрали, отсюда автоматически вам не надо будет заморачиваться, да, товар убирается. Теперь хочется затронуть аспект, который мне очень понравился в теме Woodmart. Это настройка полное, полное изменение мобильной какой-то страницы, чтобы она на мобильном абсолютно выглядела, отличалась от компьютерной версии. Давайте возьмем за пример главное. Вот выводится слайдер, выводятся новинки, да? Ну, понятное дело, что-то можно отключить, что-то можно скрыть. А как сделать вот просто, чтобы тут был на главный какой-то текст, например? Все убрать. Как это делать? Уже знакомы для вас блоки HTML. Мы сюда идем. Создаем новый блок. Я назову мобильная для главный Лучше сразу вам называть блоки так, чтобы вы потом понимали по заголовкам и не заблудились, где у вас какой для чего блок, потому что, скорее всего, у вас их будет много. Смотрите, например, опять я беру редактор, добавляю, например, колонку. Сейчас просто показываю. Вы уже тут конструируете, что хотите. И, допустим, это будет текстовый блок. То есть я хочу, чтобы мобильная версия, например, главная страница, не было ни слайдера, ни товаров, а был только текст. Любой текст вот здесь вот пишите. Я оставлю как демо. Пускай это будет английский текст. Просто продублирую несколько раз, чтобы его было побольше. Сохранить. Пускай, допустим, вот такая страница будет. Без категорий даже. Просто нажимаю опубликовать. Кликну на блоки. Вообще, каждый блок дает шорткод. По идее, вы можете просто каждый шорткод заготовленного здесь HTML-блока вставить в любом месте вообще везде на сайте. Но нам, скорее всего, даже это не понадобится. Мы сейчас блок подготовили, мобильный для главной. Возвращаемся теперь в страницы. Находим нашу главную страницу. Заходим в настройки. Видим... Наш конструктор, то, что мы делали, слайдер, вы должны понимать, что вы можете просто зайти в каждый блок, вот в этот карандаш колонки, перейти на вкладку настройки адаптивности, скрыть на устройстве, просто отметить галочками, например, скрыть на планшете, скрыть на телефоне. Этот блок будет скрыт. Это понятная история, но тут совсем крутая вещь. Мы это не делаем, мы полностью меняем страницу. Ниже. Оптимизация под мобильное устройство Смотрите Мобильная версия HTML блока Кликаю сюда И вот наши два блока Видите, Sony для мега меню мы делали Мы тоже можем мега меню Вот этот блок сюда выне вынести Вместо главной компьютерной версии Но мы заготовили специальный с вами блок Мобильный для главной Вот видите, просто выбираю здесь Обновить Я, честно говоря, вот такой замены Нигде пока не видел, ни в одном шаблоне Итак, возвращаемся на главную страницу, обновляем. Вот она, компьютерная версия. Перехожу в демонстрацию и обновляюсь. Э, имитация мобильного устройства. Все. Шапка есть, естественно. Но именно страницы нет после телефонов. Видите, идет демо-текст, который я продублировал. Вот она, как работает. Полность, полная замена мобильной версии конкретной страницы. Вот вы должны понимать, да? Каждую страницу... Либо нужную страницу, либо каждую можете просто изменить для мобильных устройств. Это очень круто. Естественно, здесь надо обновиться, чтобы увидеть опять компьютерную версию. Итак, сейчас э, мне хочется вам рассказать про таблицу размеров. Да, для, этой, для этого магазина, э, скорее всего, не понадобится, потому что здесь цифровая техника, вообще где отображается и кому подойдет. Здесь будет добавляться некая ссылка. Это больше подойдет для продажи одежды, когда надо сразу показать, какие есть размеры. Здесь уже все продумано. Давайте сначала посмотрим. Вот есть таблица размеров. Это все добавляется с темы Woodmart. Переходим сюда. Изначально у нас ничего не создано. Нажимаем «Добавить новое». Смотрите, заголовок. Если у вас разные категории одежды, мужская, женская, значит тоже таблица размеров. Называйте как-то, чтобы вы потом не запутались. Я назову просто размеры, потому что я просто показываю. Дальше категория каким категориям. Но это у меня Canon, Nikon, это вот цифровые фотоаппараты. Естественно, у вас будет там мужская одежда, женская одежда. В этой области вы можете писать любой текст, добавлять через медиа картинку. Давайте я просто возьму какую-нибудь, ну, пускай вот эта картинка слайдера. Это будет, может, у вас напечатаны размеры. То есть таблица размеров прямо графическая. Можете здесь добавить. Дальше. Внизу таблица, как ей пользоваться. Ее можно для этого размера, для этого создания скрыть. Чтобы отображалась, например, только фотография для этой категории, например, одежды. Пускай это вот Canon будет. Ладно, скрывать не будем. Как пользоваться? Смотрите. По плюсу, по минусу вы убавляете колонки. По плюсу добавляете. Просто кликаем мышкой в поле и пишем заголовок, потом пишем размеры. Так. Вот здесь по плюсу снизу добавляется линия, либо по минусу удаляется, если не хватает. Уда удаляем, если нужно. То есть здесь просто по-русски переименовываете размер. Тут еще какие-то моменты, да? И пишите размер там Excel. Если у вас другие размеры, меняете. Здесь тоже просто выделяете, пишите свое. Если хотите вывести вот такую прикольную таблицу подготовили ее нажали опубликовать первая таблица готова как ее добавить Canon я выбрал Canon если я перейду в категорию Canon зайду внутрь то в любой товар то вот уже есть таблица размеров она уже здесь есть вот появляется вот такая ссылка то есть это будет находиться здесь и она по клику во всплывающем окне вот так вот показывается то есть получается это фотография да это фотография как раз вот бывает схематично нарисовано, как измерять футболку там в талии, в плечах. Вот сюда в такую схематичную фотографию добавляйте. И вот они размеры. На мобилке, по-моему, тоже смотрится достаточно неплохо. Вот. Мобильная версия, то есть смотрится хорошо. И смотрите, например, каким-то товаром Sony могут... Вам не нужно прилагать таблицу. Тогда вы можете зайти в товары. Зайду в один из товаров Canon. И как только вы сюда зашли, у вас вот здесь вот будет размер. Во-первых, вот здесь вы будете, вот он, размеры. Это то, что я создал, по сути, категории. То, что я только что создал в таблице размеров. Выбирайте, если у вас несколько для разных товаров, или скрыть таблицу размеров для этого товара. Скажем, для этого не выводить, обновить. И давайте проверим заходим в товар видим нету ссылки таблица размеров все здесь это работает кстати в список желаний сравнить тоже ссылки видите сюда добавляются отсюда мы зашли в товар и сразу давайте здесь тоже пробежимся по настройкам во-первых вы можете воспользоваться WP Bakery конструктором и настроить отсюда карточку товара то есть к конкретному вот этому открытому товару скажем или ниже настройки шапки мы с вами шапку настраивали, если бы мы создали еще, можно выбрать было для конкретного товара другую шапку. То есть совсем вот эта верхняя часть была бы другая. Дизайн страницы тоже можно сделать. Ширину изображения для конкретного товара. Но я думаю, что лучше глобально. В настройках мы потом посмотрим для всех товаров, как это меняется. Фон отдельно, настройки сайтбара. Сайтбар мы с вами еще не трогали, будем настраивать. Но для карточки лучше сайтбар не выводить. То есть когда мы переходим в сетку товаров, например, в магазин, то здесь мы выведем чуть позже бар а, Это поиск а, товаров по цвету, например, по атрибутам поиск как-то, да, или по цене отсортировать товары. То есть это мы обязательно сделаем. Вот, например, дополнительный параметр контента. Смотрите, дополнительный параметр контента через VP Bakery, блок HTML, то, что мы с вами проходили, для конкретного товара можно собрать описание, так сказать, карточку. И потом выбрать его здесь. Либо создать его вот отсюда, да, карточку. Далее, смотрите, параметры вкладки. Скрыть заголовок вкладки. Давайте посмотрим сразу, что за вкладка. Обновить. Непонятно, как скрывается вот эта вкладка, но это на самом деле ниже. Смотрите, где отображается. Заголовок вкладки, ниже контент вкладки. Пишите текст картинки. И к конкретному товару добавляется вот такая вкладка «Тест». И вот она фотография. Но вот эта опция, она почему-то не скрывает заголовок вкладки. Дальше интересная возможность отметка «Это «Товар как новый». Если я кликну в эту область, новый будет считаться, например, до этой даты. После обновления появляется вот здесь лейбл «Новый». Дизайн его мы настроим позже. Дальше постоянно надпись «Новый». Можно поставить, чтобы эта надпись была всегда, пока мы эту галочку здесь не снимем. Мы можем скрыть похожий товар для, этой, для этого товара. То есть получается вот под товаром у нас есть похожие. Мы можем отображать атрибуты на товарах в сетке товаров. Но смотрите, это лучше глобально настроить. И я там более детально покажу, как атрибуты показывать в сетке товаров. Это может быть выбор цвета. Ссылка на видео Давайте посмотрим, вот это интересно, я прямо отсюда возьму, как это будет выглядеть. Берете ссылку YouTube, если есть видео к этому товару, вставляйте здесь. И еще можно доставить, поставить хэштег товара в Instagram, устаревшее. Но, честно говоря, я Instagram практически не пользуюсь, и тем более это устаревшее, не знаю, не буду показывать вот этот момент. Давайте нажмем обновить, посмотрим, как смотрится видео, где вообще отображается в товаре. Смотрится сразу хочу сказать: прикольно. А, у нас есть иконка увеличение товара галереи и стрелки навигации. да И когда видео добавляем, у нас появляется вот такая еще иконка. Смотреть видео. Во всплывающем окне будет отображаться, например, видеообзор данного товара. То есть все сделано тоже достаточно прикольно. Миниатюры отсюда можно рассматривать. Вот расположение миниатюр, там снизу можно, это все в настройках темы, рассмотрим позже. Давайте немножко поговорим про сайт-бар. Это именно внешний вид виджеты, где у нас есть возможность, благодаря теме Woodmart, размещать виджеты. Я предлагаю изначально на вкладку «Магазин», где у нас идет список вообще всех товаров, обязательно здесь расположить колонку. И пока ничего не добавлено, куда мы можем сайдбар магазина, фильтр магазина, сайдбар товара, сайдбар страницы личного кабинета и другие колонки и так далее. Давайте попробуем сайдбар магазина. Раскрываю и здесь по плюсу нажимаю. У нас появляется с вами Gutenberg редактор. Посмотреть все я нажимаю, чтобы удобно видеть вот эту колонку со всеми элементами, виджетами. Прокручиваю в самый низ, нахожу, видите, виджет Woodmart, фильтр по цене. Хотя бы с него начнем. Кликаю по этой иконке, чтобы показать вам расположение и как вообще добавлять эти виджеты. Вот он здесь добавился. Можно написать название, сортировка там по цене и нажать на этом уровне сохранить. Потому что есть некие у меня сомнения, что я правильно указал область виджетов уже подзабыл. Давайте обновимся на вкладке «Магазин». У нас визуально, конечно, сокращается область товаров, но это нормально, по три товара в ряд, потому что добавляется сортировка по цене. И это немножко не тот виджет. То есть я правильно вам показал, куда расположить его. Именно сюда, да? Потому что если мы пойдем на главную, на главную мы вообще скрыли возможность отображения. Если я пройду, например, в акции, здесь тоже я, по-моему, скрыл гарантии. То есть я именно указал для страницы магазин. Если вы такую выводите, то вот в список товаров, сетка товаров так называемых, мы уже область нашли. Осталось указать правильный виджет. Я еще раз нажимаю по плюсу. Здесь в поиске пишу фильтр, чтобы увидеть сразу все похожие виджеты. Смотрите, у нас Woodmart фильтр по цене. Их тут несколько. Woodmart Фильтр по цене. Он нам не подходит, скорее всего. Я хочу другой показать вам. Фильтровать товары по цене. Добавляю. А этот верхний я удаляю. Фильтр. Фильтровать по цене. То есть я заменил просто тот виджет. Я убираю. Потому что я знаю, что здесь есть интересный виджет с таким ползунком который показывает, вот, 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 об этом я говорил, обновляю страницу. Смотрите, я могу потянуть за левый или правый маркер, и цена вот здесь вот будет меняться, например, и нажимать фильтр. И вот по этому диапазону цен будут сортироваться цены. Например, максимальная цена там 62 тысячи, например, 740, то вот всего два аппарата входят в этот ценовой диапазон. Это работает. Фильтр мы с вами добавили. Хочу показать еще один фильтр. Поиск по цвету. Для Canon есть такой, например, белый аппарат, черный аппарат. Но когда я товар добавлял, я фильтры эти не трогал. Давайте заодно посмотрим, потом выведем виджет здесь. Я перехожу товары, атрибуты. То есть я добавил все атрибуты, кроме цвета. То есть цвет я назначил, но цвета туда я не добавлял. Захожу цвет. Цвет. Видим, что цвета у меня еще не добавлены. Я пишу название «Белый». Вот эти опции это добавляется уже от Woodmort. Загрузить изображение, если это структура, картинка. Если просто можно выбрать белый цвет, тогда я выбираю просто белый. И нажимаю «Добавить». Вот видим, кружочек белый есть. Теперь я добавляю еще черный. Пишу черный и выбираю черный. И добавить. Я это не подготовил до обучения, так как э, тема вудмурт не была установлена, естественно, вот этих опций у меня не было, так как это сейчас появилось. Потому что в обучении я показал установку темы, появились эти опции, поэтому я сейчас это делаю. И это вариативные товары. То есть я перехожу в товары, а у меня все простые товары. Надо хотя бы один товар, например, Canon, какой-нибудь аппарат, сделать, что он доступен в белом и черном цвете. И только после этого мы сможем посмотреть фильтрацию. Фильтрацию по цвету. Итак, это простой товар. Теперь я его выбираю, чтобы это был вариативный товар. Атрибуты. Выбираю цвет. Добавить. Вот он белый. Вот он доступен в черном цвете. И обязательно ставлю галочку. Использую для вариаций. Сохранить атрибуты. Теперь я перехожу в вариации. Видим вот такое уведомление. Нам нужно обновить товар, чтобы это уведомление исчезло и была возможность зайти в вариации. И появилась возможность добавить цвет теперь уже в вариации. То есть я беру белый, нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ Черный. добавить, добавить вариацию применить, нажимаю. Здесь черный, белый. Вот. И цену теперь. Кликаю вот сюда. Соответственно, к черному аппарату фотографию можете добавить черного аппарата. Артикул. Обязательно цену. Скрываем. Разворачиваем белый. Цену для белого. Потому что цена может отличаться. Обычно белый аппарат подороже. Но я оставлю ту же цену. Также скидку можно здесь повесить и фотографию белого аппарата вот сюда загрузить. Но я не буду делать, мне достаточно просто вот так показать вам. И нажимаю «Обновить». Если я пройду в категорию Canon, то вот к этому товару я добавил цвет. Пока что здесь кружочков не видно, это настроится... Это я покажу в настройках самой темы позже, когда будем уже более детально разбирать все настройки темы Woodmart. И там можно включить, чтобы кружочки прямо здесь отображались а в быстром просмотре. Вот они кружочки, вот она белая, вот черная. И если я провалюсь в карточку товара, тоже выбор есть. Вот он белый, вот он подчеркнутый, видите, и вот черный. Здесь выводится, здесь кружочки, это все хорошо. А что касается фильтра на магазине. То есть вывести вот сюда теперь фильтр по цвету. То же самое, да? Мы с вами возвращаемся. А, внешний вид виджеты, раскрывая сайдбар магазина по плюсу, посмотреть все, пишу фильтр, да, чтобы увидеть только виджеты для фильтрации. Давайте попробуем взять вот этот фильтр товаров по атрибутам. Добавляем. И вот здесь как раз-таки можно различные атрибуты вывести. Фильтр по. Нам нужен цвет. Вам нужно просто понять, здесь подставляется альяс атрибута. Вот это вот свет написано. И тут, смотрите, есть количество, формат, там, фактор, да, раз, различные атрибуты. И тип отображения, список, выпадающий меню, пускай будет список. Тип запроса и или. Тоже оставим и. Сейчас я вам покажу, вот как вот это понять, откуда это берется название, чтобы вы понимали, какой атрибут здесь выставить. Потому что вы можете продублировать этот фильтр, выбрать атрибут другой, и по другому атрибуту будет это отображаться. Вот смотрите, вот так оставляем, нажимаем, нажимаем обновить. Посмотрим на сайт, видите, фильтр по, и я все правильно сделал, белый, черный, только здесь ставится галочками, но не кружочками, да. Сейчас я посмотрим, может быть, есть варианты, и показано количество, сколько есть таких товаров, вот единичка, один-один, все верно. И здесь надо написать фильтр по цвету, фильтр по, по цвету. И давайте вот что еще, мы нажмем плюс, И посмотрим. Фильтр по атрибутам. Фильтр по атрибутам от Woodmort. Название. Тоже фильтр по цвету. Тоже выбрано здесь цвет. Здесь показать по категориям все категории. Список. Две колонки встроены. Видите, больше здесь возможностей. Это виджет от Woodmort. И здесь больше настроек, возможностей для вывода этого фильтра. Размер обычный, большой, маленький. Отображать надпись, включить, выключить, показать подписи, включить, выключить. Вот прям как есть. Я обновляюсь. И я предлагаю использовать этот э, виджет от Woodmart, потому что вот он ниже и он отображается симпатичнее. Видите, сразу кружочками и цветными кружочками. То есть видно, что это черный. Также он работает, показывает аппарат, единичка. И согласитесь, выглядит симпатичней чем вот этот фильтр, где просто галочками. Поэтому я вам предлагаю вот этот фильтр убрать, который попроще, этот оставляем. И теперь вот эти моменты, чтобы вы понимали. Вы заходите «Товары», вы заходите «Атрибуты». А, надо здесь нажать «Сохранить». Теперь я возвращаюсь в «Товары», «Атрибуты». То есть альяс или по-другому ярлык. Ранее я создал вот они все атрибуты по которым сортируется товар. То есть это у меня объектив в комплекте, количество мегапикселей, формат матрицы. А вот видите ярлык. Цвет, вот его ярлык. Цвет. Формат матрицы, вот название ярлыка. То есть там в этом виджете показываются именно название ярлыков. И вы просто по ним сориентируйтесь. Вот по этим всем фильтрам вы можете вывести вот здесь на сайте возможность фильтрации по каким филь... ä, моментам вы хотите, чтобы человек мог фильтровать ваши товары здесь. Я выявил только два примера. Фильтр по цене и фильтры по цвету. Остальное, я думаю, вы уже сможете сами добавить, в зависимости от того, что вы хотите, чтобы вас тут фильтровали. Еще вы можете задаться вопросом, как ä, закрепить вот это меню, чтобы оно было не свернуто на одной странице, на других свернуто, как в демо-примере, или Выбирать можно на всех страницах сделать. Вот как, например, у меня. Видите, вот эти менюшки, они поверх слайдера. И при прокрутке мы с вами меню сворачивали. То есть оно также вот оно разворачивается. Но когда я прокручу наверх, оно видно, да, поверх слайда. И, соответственно, на других страницах оно свернуто. На самом деле тут вы сами, как я говорил, вы можете решать. Вот видите, свернуто меню. Хочу показать этот момент, потому что можете запутаться долго искать, где эта опция. На самом деле настраивается это все в страницах. Вы переходите в страницу там, где вы хотите, чтобы меню не сворачивалось. В данном случае у меня как в демо примере, то есть на главной странице. Меню у меня развернуто. Я перехожу на главное. Прокручиваем просто опции ниже. И это открыть меню категорий. Всегда отображать категории навигации на этой странице. Просто ставите птичку. И нажимаете сохранить. Теперь для главной страницы, ну вы видите, меню всегда на виду. Давайте теперь поговорим и настроим некие проекты. Здесь так это называется. Сюда перейдем. Это просто возможность отобразить, скажем, разбить по папкам, по сути, те же самые страницы. Также оформить их через WP Bakery или Elementor, если вы используете Elementor вместо ВП Бейкере. Но все равно, давайте посмотрим. Настройки есть и есть, по сути, что показать. Переходим к категории, так же, как и везде. Сначала создаем категорию. Как-то ее называем. Нажимаем «Добавить». Теперь заходим в проекты и создаем первый проект. Давайте я быстренько оформлю через ВП Бейкере что-нибудь. Назову проект 1, категорию выберу здесь. И Добавлю ряд, разделю на две части, зайду в общий карандаш, ширина ряда. Тут на самом деле настройки абсолютно так, как вы хотите, выглядеть, чтобы выглядел у вас сайт. Но если вы впервые настраиваете, возможно, вам поможет редактор в AppBaker через FrontEnd Editor, вот по этой кнопке. Тогда вы визуально будете видеть сайт, пока вы его делаете. Я как-то привык делать здесь растянуть ряд. Пока что сделаю сохранить. Здесь по плюсу я добавлю изображение. Выберу какое-нибудь изображение. Здесь я выставлю размер изображения Full. Сохранить. А здесь я добавлю какой-нибудь текст. Здесь я Здесь я выберу текстовую область и добавлю текст. Сохранить. Дальше я делаю так. Дублирую колонки и перемещаю текст сюда, а изображение сюда. Ну, то есть вот так вот, крест-накрест, да? Чтобы был хоть какой-то контент, чтобы мы могли посмотреть. Нажал обновить, но смотрите, здесь еще желательно добавить изображение. Давайте я добавлю какое-нибудь изображение. И еще раз нажму обновить. Также ниже отключим заголовок. Здесь абсолютно те же опции вы видите, что и для обычных страниц. Это я создал, скажем, одну страницу проекта. А чтобы показать, как это будет выглядеть именно в папках, надо бы создать, ну, хотя бы дубликаты, чтобы визуально было видно. Здесь можно воспользоваться вот этой иконкой шаблоны. Выбрать мои шаблоны, придумать название. Это то, что я сейчас собрал через ВПБ, или вот эти колонки с текстом и картинками я добавляю в шаблон. Вот теперь вот здесь появляется проект. Я могу открыть другой проект и быстро подгрузить вот эти наработки. Здесь я закрываю, нажимаю добавить новый, добавляем. Из шаблона как теперь вытягиваем? Шаблоны, мои шаблоны, просто кликаю по шаблону. Видите, он тут подгружается. Все наработки. Нажимаю опубликовать. И таким же образом создаю сейчас еще и третий макет. Итак, создал три проекта. Если я кликну по проектам, посмотрим. Видим в категории, в одной категории у меня находится три проекта. Теперь это надо вывести на сайт. Можно вывести, по сути, в любое меню. Нижнее меню, которое мы еще с вами не рассматривали. Ну, давайте вот это меню у нас есть. Как это делается? Когда проекты готовы, переходим в внешний вид меню. Сейчас у меня отображается меню именно категории. Мне надо перейти в меню 1, там, где просто пункты меню. Именно вот эти вот. Главные магазины, акции, гарантии. Здесь смотрим. У нас есть категория проектов. Выставить можно категорию. То есть категорию добавить сюда. Давайте так и сделаем. Можно развернуть и даже поменять название пункта меню. Либо у вас здесь есть портфолио. Вот они три проекта, которые я сделал. То есть ссылку прямую прямо на портфолио. Причем можно сделать даже так. Добавляем тоже в меню, но делаем под пунктами, под категории. Вот так вот. Просто чтобы вы понимали гибкость. Мышка оттянул пункты. Теперь они под пункты меню считаются для вот этой категории. И нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ Теперь идем на сайт и смотрим, что получается. Я перехожу по категории, по проектам. На всех страницах у меня 404 ошибка, страница не найдена. Что я мог сделать не так? Возвращаюсь в страницы. Создаем новую страницу. Как-то называем пункт меню. И вот здесь вот у вас будут шаблоны. Обязательно выставляем портфолио. Обновить. Ну и отключить заголовок тоже здесь сделаем. Просто создал заголовок страницы и шаблон портфолио. Дальше уже вот эту страницу вместо назначенных я возвращаюсь в меню и назначаю портфолио. Вот у нас портфолио. Вот у нас страницы. Все. Вот портфолио. Добавить. И даже при выборе страницы портфолио у меня ошибка 404 не найдена. Отсюда я убрал категории, которые ранее добавлял, и именно проекты я убрал. Сейчас я перехожу на настройки постоянной ссылки вот сюда вот. Об этом блоке, естественно, я говорил в базовом курсе про WordPress. Как это настраивается и какая важность этого. Но здесь при создании, при добавлении в шаблона у вас появляются дополнительные опции. Постоянно ссылки, товаров, там продукт и так далее. Тоже можно переназначить. И здесь нам нужно по сути сохранить. Нажать один раз, когда проект используем, нажать вот эту кнопку сохранить. Настройки вот этих ссылок. И конечно же, вот эти вот базы категорий товаров, продукт категорий, если есть надобность их поменять, база меток товаров, продукт, переназначить как-то, то вы это переназначаете название. Но обычно я оставляю как есть. И как только я сохранил, это нужно сделать единожды, когда мы используем проекты, Сохранил, нажал на кнопку ⁇ Сохранить в постоянных ссылках ⁇ У меня пропала ошибка 404. Я перехожу в портфолио. Вы видите, оно отображается. Вот как раз то, что я хотел показать, это три проекта. И, скорее всего, как я изначально выводил, прям категория через меню, да, или отдельные проекты, скорее всего, там тоже ошибки не будет. То есть вот они, как будто бы папки, три проекта. Есть возможность в lightbox просматривать проекты как товары. Есть возможность поделиться в соцсетях каждому вот из проектов, да? Или пройти внутрь, нажав по проекту. Вот то, что я показывал. Текст, картинка, текст, картинка. Как выглядит вообще проект? Внизу будет показано следующий проект 2 и варианты модели в интерьере. То есть на самом деле тоже можно переименовать, конечно же, через языковый файл, если здесь будет вам ну, другое название. Похожие проекты, я же создал три проекта, вот они, два, три. Отсюда можем перейти. То есть, по сути, некий вариант страницы, вот эти проекты, которые просто, если вам нравится, отобразить вот в таком виде. Также здесь сортировка, категория, а ведь категорий может быть несколько. И тогда вот здесь вот у вас будет возможность отобразить в одном списке все категории или гулять прям по названиям категории, переключаясь вот таким вот образом. То есть есть отличие от простых страниц. Оно есть, и поэтому можно использовать в данной теме. Теперь настройки касательно проектов. Переходим в настройки темы портфолио. Так здесь это и называется. Портфолио включить-выключить портфолио на сайте можно вообще выключить. Вот как раз-таки ярлыки можно ну, не задавать. Это для URL страниц. Архив портфолио это вот архив это вот этот архив, когда они вот так выглядят на странице. Отображать фильтр категории. Вот смотрите, я как раз таки не хочу отображать. Это вот этот фильтр. Если у меня, скажем, один проект и больше не будет. Тогда я могу выключить. Но если это включено, здесь еще есть вот такие варианты отображения. Давайте выключим, сохранить. Тогда, если отключаем, при сохранении, при обновлении страницы, при переходе на портфолио нету больше все, наверху слова и категория. Вот они все как бы вводятся без вот этих верхних моментов. Портфолио в полную ширину, количество проектов 3, вот они три. Можно больше сделать 4, если хотите вариант, чтобы было 4. Пространство между проектами, элементов на странице, просто задаете как хотите. Постраничная навигация, ссылка, страница, кнопка «Показать больше», бесконечная прокрутка. Ну, можно поставить бесконечная прокрутка. Если проектов много, будет интересно смотреться. Сортировка также, сортировка. Настройки проекта, вот внешний вид при наведении, видите, как отображается. Прямо здесь по миниатюре можно видеть, выбрать и посмотреть, как это будет. Может быть, больше понравится вам. Другие варианты, видите, как теперь это выглядит. Снизу текст на белой подложке. И внизу можно выбрать размер изображения. Но из-за того, что фотографии у меня разного размера, видите, как проекты выглядят. Также можно задать портфолио в полную ширину. Тогда, смотрите, получается, видите, на всю страницу вот эти проекты у меня отображаются. Ну, не знаю, смотрится лучше, когда не на всю ширину. И внизу размер изображения можно прописать. Вот здесь есть примеры. То есть, full это полное изображение, а не миниатюра. Дальше здесь есть в портфолио отдельный проект. Это когда мы заходим внутрь вот сюда, это и есть отдельный проект его настройки. Можно даже назначить свою шапку. Это конструктор шапок. То, что мы с вами делали вот эта верхняя шапка можно даже для проектов тоже выбрать. Но у меня одна шапка, поэтому не могу показать. Вы, конечно же, можете поэкспериментировать, поиграться, создать еще шапок, если это нужно. Название проекта в заголовке страницы включить-выключить. Навигация проекта, вот смотрите, отключим. Это вот эта часть, следующая, предыдущая. Вот я отключил, давайте я обновлюсь. Видите, нет. И дальше уже идут просто похожие проекты, другие проекты. То есть варианты модели в интерьере. Вот оно и есть. Их тоже можно скрыть, если ниже не надо их отображать в раскрытом проекте. Вот давайте посмотрим, обновимся. Все, открыл один проект, внизу ничего нет. То есть перехожу в портфолио, вот они три. В один проект заходим, вот так он просто выглядит. И сейчас я предлагаю начать проходить настройки Woodmart сверху вниз. Большую часть мы еще не смотрели. И сейчас будете просто окунаться во все прелести и возможности, потрясающие возможности данного шаблона в Woodmore. Напоминаю, что версия на момент сейчас вот этого обучения, последняя версия темы 6.2.4, вот здесь это тоже видно. То есть я раскрываю основные настройки. Видите, у нас еще под основными есть подпункты. Вот первый это баннер для шапки. Это тоже прикольная вещь. И давайте сразу это настроим и посмотрим. Баннер для шапки мы включаем. То есть это некий элемент рекламы на вашем же сайте, если вы хотите протолкнуть что-то свое или какая-то сторонняя реклама. Баннер для шапки включаем. Ссылка баннер, ссылка будет добавляться к области баннера. Можно просто поставить решетку. Сейчас вы поймете, о чем речь, если еще не поняли. Содержимое баннера. Какой-то текст. Или это все, что угодно может быть, да? Картинка, то есть можно отсюда прямо через медиа добавить. Пока просто добавим текст какой-то. Да и прямо на этом уровне и нажмем ⁇ Сохранить ⁇ и настройки ниже посмотрим сейчас. Пойду на сайт, прямо на главную страницу. Вот появляется сверху подложка, но текст не виден. Давайте попробуем сделать черным цветом. Был просто белый текст, видите, демо-текст. Вот, И видите, вся эта белая подложка, если я навожу мышь, она становится пальчиком. То есть это все ссылка на любую страницу. Внутренняя страница или сторонний сайт задается здесь. И вот высота для компьютерной версии, то есть 40 пикселей, да, давайте сделаем, не знаю, 100. И можно переключиться на мобильную версию, чтобы на мобильной версии тоже управлять эта ширина вот этого баннера, который всегда всплывает именно сверху. Также для новичков, чтобы вы понимали, вот сайдбар верхний, вот этот э, серый, если пользователь зайдет, не вы как администратор, а пользователь, ведь он не увидит этого сайдбара. Там сразу начнется вот этот баннер, вот этого сайдбара он не будет видеть. Только вы как администратор видите вот этот верхний сайдбар. Итак, возвращаемся к этому баннеру. То есть, что вообще, ну, полезность этого? То, что в обычном шаблоне вам, если такое нужно, пришлось бы реализовывать сторонним плагином. А каждый новый плагин плюс дополнительная нагрузка на сайт. Когда это внедрено в теме, это всегда должно работать шустрее, быстрее, потому что меньше используется кода, так как это уже функционал темы внедренный. Здесь понятно. Дальше цвет текста баннера, темный, светлый. То есть, если здесь, например, я уберу форматирование. Цвет текста темное сделаю. Сохранить, чтобы не пришлось сам текст мне настраивать. Обновим сайт. Вот текст темный все равно. Ну, конечно, размеры там можно подувеличить. Под Или вообще можете загрузить туда какую-нибудь картинку. Таким образом. Фон баннера тоже цвет. Можете задать цвет, либо загрузить изображение, это будет заливка. И также картинку, если загружаете, повторять, если она маленькая. Повторять картинку там по горизонтали, центрировать ее там. Ну, это ковер, это заполнение картинки там, например. Фиксит, скролл, то есть фиксированное изображение выбрать, либо это скролл, скроллирование, то есть когда прокручиваете, либо еще вот есть третий вариант. И тоже положение картинки, положение фона, от, ну то есть выровнять ее left-top, например, слева сверху. Снизу вот эту картинку видно. Ну, давайте на этом уровне посмотрим. Ну, вот появляется некий баннер, картинку не видно, тут надо настраивать, конечно. И смотрите, здесь есть крестик закрыт. Любой человек по крестику кликает, баннер сворачивается. Если человек обновит страницу или придет на внутреннюю страницу ну, на какую-то другую. Он больше не увидит этот баннер. Если вы хотите, чтобы баннер всегда присутствовал, то ниже кнопка закрыть, вы ее выключаете. Тогда этот баннер будет всегда навязан. Крестика нет закрыть. И закрыть человек этот баннер не может. Вот тоже есть некий нюанс. Если включена кнопка, версия баннера, вы можете повторно показывать баннер всем посетителям, которые уже закрыли его. В этом случае вам просто нужно увеличить версию баннера. Ну, вот эту версию. Не знаю, я пробовал 2-3 ставить. Все равно баннер больше не показывается. Если картинку удаляем, вот по идее должна быть желтая заливка. Давайте посмотрим. Обновимся. Вот показалось, в принципе, да, работает. Сделал 3. А когда был единичка стояла, показывалось только один раз обновил страницу, вот она мне показывается еще раз. Наверное, три раза, если я закрою баннер, больше показываться не будет. Давайте проверим. Ну, в данном случае, вроде как два раза я нажал. В общем, эта штука работает, да, больше здесь ставится значений. Я так полагаю, то есть, сколько здесь стоит, столько раз он должен нажать на крестик закрыть. Три поставили, три раза нажал, три раза баннер показался и больше не покажется. Скорее всего, так работает. Итак, баннер с вами рассмотрели, давайте я его отключу. И рассмотрим следующее здесь в основных. Это рекламное всплывающее окно. Тоже в каких-то случаях вам это будет интересно. Включить рекламное всплывающее окно ставим «Да». Содержимое рекламного всплывающего окна. Здесь либо текст, либо вы можете подгрузить, как вы уже поняли, блок HTML из блоков HTML, да? То, что мы с вами делали. Показывать всплывающее окно после, когда-то. И опции стоят. Задержка всплывающего окна через 2 секунды. И э, версия всплывающего окна. Тоже количество раз э, можно настроить всплывающее окно. Показывать после э, определенного количества посещенных страниц. То есть там 2-3 страницы можно там выставить. И больше показываться не будет. Фон всплывающего окна. Ну давайте фон. Сделаем. Тоже можно и картинкой тут загрузить и цвет залить. Ширина всплывающего окна тоже ползунком можно увеличить, уменьшить, скры скрыть для мобильных устройств. Тоже либо не скрываем, либо скрываем для мобильных устройств. И по каким событиям? То есть это событие, когда оно появляется, давайте сначала мы его рассмотрим. А потом прокрутка пользователя. Идем на сайт, обновляемся. Вот через 2 секунды, вот оранжевая подложка, затемнился экран, текст демо и крестик закрыть есть. Это понятно. Дальше. Давайте попробуем вместо цвета, ну, загрузим какой-нибудь фон. Картиночка вот так вот сделаем. Не повторять. Оставим вот так. Сохранить. Не забудьте, когда тестируете окно, второй раз окно не увидите. Вот здесь, вот побольше поставим значений. Чтобы нам показывалось это окно еще раз. То есть вы должны понимать, да, чтобы это окно не было слишком навязано вашим пользователям. Вот видите, появилась. Картинка, да, конечно же, здесь такая маленькая. Возможно, лучше загружать здесь а, через HTML. То есть, когда мы выбираем вот этот блок. Заранее идете в блоки. HTML создаете блок для всплывающего окна, и здесь его назначаете. Теперь прокрутка. Показывать после прокрутки вниз по странице. Да, когда достигнет ползунок прокрутки страницы вот этого значения, в данном случае 1000, должно показываться всплывающее окно. Вот я его сделаю даже белым и побольше текста это сделаю, чтобы его было лучше видно. Я сделал 200 вот, пикселей, чтобы прокрутить страницу, чтобы сразу видеть. Обновляемся. Буквально чуть-чуть прокручиваю страницу. И окно у меня всплывает. Давайте посмотрим дальше, какие здесь есть еще плюхи в основных настройках. Проверка возраста. Это прикольная вещь для сайтов, у которых есть ограничения по возрасту. Можно даже сразу в переводчик засунуть. Вам больше 18 лет. То есть это сайты, если это интернет-магазин продажи игрушек для взрослых, скажем так. Пускай будет этот H2. Включить всплывающее окно проверки возраста. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Текст меняете здесь. Сообщение об ошибке. Это сообщение будет отображаться, когда посетитель не подтвердил свой возраст. Ну, естественно, тоже меняем здесь на русский. Доступ запрещен. Ваш доступ ограничен из-за вашего возраста. Меняем здесь следующие опции. Цветовая схема текста темная-светлая. Фон можно задать пускай белый. Также можно и картинку подгрузить. И ширина этого окна. Сохранить настройки. Возвращаемся на сайт. Обновляемся. Смотрим. Вот так работает симпатично достаточно всплывающее окно. Тоже крайне редкая опция для интернет-магазинов, для шаблонов. Но здесь это тоже есть. Вам больше 18 лет? Мне нет 18. То будет встречаться ошибка. Доступ запрещен. То есть по закону, если... Здесь не придраться, да, и мне есть 18 лет, вы подтвердили, что вам есть 18 лет, все, сайт вы можете смотреть. Скрываем это уведомление, это окно. Следующая важная опция, это информация о Куки. Если вы не знаете, можете почитать в интернете, что такое Куки. Закон нас обязывает отображать всплывающее окно, и текст для этого окна мы используем файлы Куки, чтобы улучшить ваш опыт на вашем веб-сайте. Этот текст можно просто в интернете любой другой взять, если вам он не нравится. Включаем эту опцию. Соответственно, текст также меняем здесь. Страница с подробностями. То есть можно указать ссылку на страницу. Ну, это может быть политика конфиденциальности. У меня такая страница включил. То есть она была в черновике у меня. Я ее включил. Можете пройти в странице. У вас тоже эта страница заготовлена с текстом политики и конфиденциальности. И версия Куки тоже один раз покажется человеку. Давайте я сделал 10. Посмотрим, как выглядит это окно с информацией о Куки. Когда я прокручиваю, внизу появляется белая подложка с этим текстом. Мы используем файл Куки. И вот есть принять условия. Больше информации, если я нажму, перебросить на политику конфиденциальности ту страницу, которую я указал, соответственно, вот здесь. И принять, по идее, это окно не должно больше показываться, когда человек нажмет принять. Да, а вот оно больше не всплывает. И последнее, но одна из лучших опций, которая мне нравится, мобильное нижнее меню на вкладке «Основные». Обязательно включаем, что это дает. Давайте посмотрим. Надписи. Показывать, скрыть ярлыки под заголовком и смотрите, давайте на этом уровне сохранюсь. На всех крутых интернет магазинах разных сайтов, которые я наблюдаю, есть некое меню. Видите, у нас внизу ничего нет. Вот на мобильной версии, если я обновлюсь, да сейчас я это не вижу. Давайте поднастроим. Либо произвольно у вас есть вот пять кнопок, вы задаете ссылки, текст и иконки, либо Кликайте в эту область, выбрать все, давайте сделаем. И что можно здесь оставить? Например, профиль, корзину, остальные я отключу. Оставил 4 пункта, страница магазина, корзина, мой профиль. Самый важный момент. И смотрите при обновлении, при прокрутке даже страницы внизу будет зафиксировано меню сравнить мой профиль корзина то есть самые важные моменты вот так вот мы выводим с иконочками все подставляется то есть корзина все магазин мой профиль вот в такое удобное меню снизу любые кнопки выводите которые вам вы считаете важными Именно для мобильной версии такое меню внизу отображается. Это очень крутая штука. Далеко не во всех премиум темах есть такая возможность отображать вот такие вот кнопки. То есть или выбираете здесь, или вы можете произвольно, как я уже сказал, добавить ссылку на профиль, на корзину, текст добавить и загрузить собственную иконку даже. Следующий переходим с вами общий вид. Это на самом деле одна вкладка, здесь пунктов нет. Ширина сайта, полная ширина. Можно выбрать блочный со скрытым свойством overflow. Да? Фиксированный контент на всю ширину. В общем, это надо смотреть, как будет лучше, вам больше понравится. Сайдбар. Изначально вот сайдбар есть. Вы могли это видеть на разных страницах, что он вот этой полосой, вот здесь вот такой серый, он показан, что он будет здесь. Просто в этот сайдбар мы не добавили виджеты. На эти страницы, если хотите добавлять какие-то виджеты, мы с вами уже с виджетами работали, это внешний вид. Вот они, виджеты то можете добавить, здесь выбранный, видите, всегда справа, он так и есть на страницах справа. Но, конечно, для некоторых страниц, скажем, для магазина, мы вывели вот здесь виджеты. Вы можете сразу по умолчанию для всех страниц кликнуть вот сюда, назначить слева, либо вообще отключить сайдбар. Причем здесь на, на странице магазин, вы видите, сайдбар отображается. Но если я пройду какие-то другие страницы, то страница растягивается, и вот этот блок сбоку он убирается. Также, если сайдбар оставляем, давайте я оставлю его, маленький, средний, большой ширина сайдбара. Выключить выезжающий сайдбар для мобильных устройств. Выкл включить. Вы можете скрыть сайдбар на мобильных устройствах и показать его после нажатия на кнопку в магазине. Но это полезная вещь. Естественно, сайтбар пускай свернутый. Следующий кликом переходим в заголовок страницы. Заголовок страницы, смотрите, как выглядит по центру. То есть по миниатюре вы можете ориентироваться. Вот как у нас выглядит по умолчанию. Они между собой, вот по центру, по умолчанию, не особо так видны. Это надо. А, ну, это получается, видите? Отображение текста. И, я так понимаю, вот этого текста по центру, либо по умолчанию, либо отключить вообще, тогда не будет отображаться вот эта верхняя плашка, которую мы с вами отключали в каждой странице в отдельности. Видите, она скрывается. Я предлагаю оставить и для каждой страницы отключать или оставлять. Page title size. Это вот как раз-таки тот size. Ну, давайте я сохранюсь. Обновлюсь. Вот то, что мы отдельно настраивали, вот этот текст размера, вот он здесь может для всех страниц а, по умолчанию маленький, большой, мы с вами настраивали. И также фон оранжевый для всех вот таких блоков, где у нас текст с черной заливкой. То есть по умолчанию для всех. То есть это как купить политика конфиденциальности. Вот тоже, видите, оранжевый, то есть для всех страниц сразу назначаем. Также и картинку можно здесь загрузить. Вы уже знаете, картинку повторять, не повторять, здесь уже понятно. эти все опции для картинки. Цвет шрифта, заголовка тоже светлые, темные, можно настроить. А теперь хлебные крошки. Это важный момент для всей оптимизации сайта и удобства пользователей. Тег заголовка по умолчанию или назначите от H1 до H6P, div и snap. Можно оставить по умолчанию. Показать хлебные крошки, да. Для тех, кто еще не знает, вот они, главная политика. Если я зайду в какой-нибудь товар, давайте пройдем, то хлебные крошки, вот они выводятся, это называется хлебные крошки. Это путь до, от главной страницы до вложенного пункта. Ну, проваливаемся там, вот Fujifilm, это категория, а потом идет товар. Вот они, хлебные крошки еще и здесь. Они у нас по умолчанию выводятся. Конечно же, мы их оставляем, это очень полезно. И если вы будете использовать, а я рекомендую использовать популярный, один из самых лучших плагин для SEO-оптимизации сайта, он называется Yoast, вот здесь он об этом информация есть. То есть данная тема Woodmart, она работает с Yoast. Просто тема Woodmart предоставляет свои хлебные крошки. Если вы пользуетесь плагином Yoast, в данном случае я его не устанавливал здесь на этот демо-сайт, а вам рекомендую установить и настроить, в своем курсе «Секрет настройки премиум темы» на WooCommerce я детально разобрал настройки и настроил плагин UAST. Поэтому в рамках этого обучения я его не показываю. Значит, смотрите, если UAST используем, можно заменить стандартные хлебные крошки в WooCommerce. Тогда включаем. Ну, то есть, если плагин используете, не обязательно использовать хлебные крошки. Просто если они вам больше нравятся, или вы им больше доверяете, или вы считаете, что они лучше все оптимизированы, тогда мы можем подключить хлебные крошки от UAST. Именно для магазина. И еще есть хлебные крошки вас для страниц. Тоже необходимо, чтобы плагин UAST был установлен. Можно включить. То есть, скажем, я использую UAST... Но это даже не включаю. Ну, потому что они одинаково работают, и хлебные крошки здесь меня устраивают от темы Woodmart. Переходим с вами в следующий пункт футер. И здесь мы поподробнее остановимся, потому что здесь много настроек, и я должен показать, как это работает. Включить-выключить футер на сайте. Это получается нижняя часть, где у нас могут располагаться разная информация. Футер отключил, но это у нас не футер, да? Но это тоже меняется здесь. Это текст копирайтов, и это, вот, например, выводится у меня картинки. Его можно отключить-включить, но футер мы не задали, поэтому мы не видим вот это выключить-включить. Футер контент, блок HTML, это блок, вот эти блоки HTML, можно настроить футер именно через блок HTML и вывести его здесь, либо виджетами и задать колонки тогда. Если используем виджеты, примерно насколько вы рассчитываете, вот именно колонок внизу расположить для виджетов. Можно просто выбрать, видите, 3, там 4. Давайте оставим 4. Или есть другие варианты расположения колонок. То есть здесь просто на ваше усмотрение, как вам больше нравится, как вам больше хочется. Если делаем 4 и нажимаем сохранить, давайте сразу вам покажу, как это примерно работает. Если выводим виджетами, мы идем с вами в внешний вид виджеты настроив предварительно 4 колонки в футере. Здесь мы с вами уже были. Вот внизу футер 1 колонка, 2, 3, 4. Как раз они есть. Мы просто раскрываем и нажимаем по плюсу. И в первую колонку мы добавляем, не знаю, что мы хотим добавить. Там что угодно может быть. И видео, и ссылки, и меню. Давайте я поищу меню. Меню навигация, страница, список страниц, рубрики и так далее. Вот пускай здесь будет вот они наши страницы, верхние страницы, которые мы добавляли. Футер 2. Тоже меню. Рубрики. Ну, рубрики это мы с вами не добавляли. Это для статей. Категория товаров. Категория товаров. Давайте футер 3, колонка 3. Допустим, это будет какое-то изображение из библиотеки. Любое добавим. И футер 4, просто для полноты. Какой-нибудь абзац. Или давайте посмотрим, что можно разместить еще. Ну, пускай будет календарь. Календарь это от виджеты, от WordPress. И нажмем обновить. То есть все просто. Мы сохранили. Смотрите, прокручиваем вниз. Вот наш футур, вот календарь, вот фотография, которая может быть ссылкой. Сюда и слайдер можно добавить. Вот категории. Это может быть созданное дополнительное в меню, третье меню. И меню внизу. И там может быть политика конфиденциальности, оферта, согласие на обработку там, каких то персональных данных. В общем, обычно что размещают внизу. Я вам просто показываю, вот он футер. Сейчас мы с вами дальше с вами посмотрим. Возвращаемся. Футер настройки темы Woodmort. Или же, как вы поняли, вы выбираете блок HTML и создаете отдельный футер через блок HTML. Просто на выбор. Опции пошли. Прикрепленный футер. Футер будет отображаться с задержкой. То есть, ну просто надо посмотреть, как это, понравится, не понравится опция. Сворачивать футер на экране мобильных устройств. Ну, пускай сворачивается. Кнопка наверх. Показать или нет. Но ну, ее видно. Вот она стрелка, которая прокручивает наверх. Полезная вещь, если страница длинная оставляем. И вот цвет футера, цвет текста темный, светлый. И цвет, естественно, у нас сливается футер с, белый те... с белым фоном страницы. Это не совсем хорошо. Обычно это какой-то может быть серый цвет. Либо даже картинку можно загрузить на футур. Давайте сохранимся. Вот футур задал. Видите, отличается. Контентная часть сайта белая, футур темный. Но тогда ссылки у нас темные. Вот, вот цвет текста как раз таки делаем светлый, если футур вот такой темный. Пускай даже он вот будет такой черный. Вот уже поинтереснее смотрится. Кстати, то, что футер закреплен, вот это видно. Он видите, не продолжение страницы, а он как бы там есть всегда. И вот контентная часть поднимается, а футур уже виден. Это вот этот эффект, если вам нравится прикрепленный футер. Ну, я бы, наверное, не стал его делать, мне не особо это нравится. Вот теперь футер движется вместе с страницей, то есть стык в стык. Вот, и получается, что вы поняли, да, что в футере обычно какие блоки, на самом деле все, что хотите. Посмотрите, как это выглядит на других магазинах какие блоки там используются. И здесь все это можно реализовать. По цвету здесь понятно. Дальше копирайт выключить, включить. Это на самом деле вот самая нижняя часть. Тут на самом деле пишется год создания. Вот значок копирайта. Название фирмы. Все права защищены. То есть мы оставляем это. Макет копирайта по центру в две колонки. У нас показывается вроде как в две колонки. И здесь текст просто меняем на свой. То есть здесь ссылка на ваш сайт ставится. Это Woodmart, ключевое слово, название вашего магазина. То есть это вот здесь. Меняете на свое, либо просто все удаляете и пишите свой текст. Текст рядом с копирайтами тоже на самом деле здесь, здесь идет. Ссылка на картинку. Смотрите, вырежем, чтобы вы понимали, откуда и где это. Это вот эта картинка с иконками виза, то есть какие принимаете вы платежи. Вот видите, я удалил и нету больше картинки этой. То есть э, здесь можно понять, что здесь идет VP-контент, тем Woodmart Image идет картинка payments.png. Вы просто можете зайти через FTP, через хостинг, если вы хотите поменять эту картинку, меняйте на свою, можете с тем же названием заменить вместо этого, и она уже здесь сама подставится. И здесь остается область предфутер, но это значит какой-то контент, содержимое перед футером. Если вы хотите еще добавлять, либо это блок HTML тоже создаете сначала, идете в блоке HTML, создаете отдельный блок с информацией, потом его здесь подгружаете, либо это текст какой-то здесь размещаете. С вами разобрали, в принципе, футер. Давайте еще глянем в имитацию мобильного устройства, как это будет выглядеть здесь. Ну, то есть здесь колонка выстраивается под колонкой, все правильно. Категория, календарь, все нормально. Следующая вкладка, важная тема, футер. На самом деле здесь придется вам, наверное, посидеть, понастраивать. Во-первых, нам надо определиться вообще, какие изначально у нас уже шрифты есть. Я использую специальное приложение к браузеру, uh, Font Finder. Любой браузер имеет какой-то такой дополнительный виджет, если вы пользуетесь там разными браузерами. В данном случае у меня Opera. Я включаю это приложение и просто могу подсветить, кликнуть по любому тексту и понять, потому что ведь заголовки могут быть одним шрифтом, текст другим шрифтом или шрифт может быть одинаков, но разная насыщенность, толщина, там размер и так далее. И вот здесь вот фонс, я вижу, что у меня папин, попинс, вроде как название шрифта. И так и есть. Вот он, шрифт заголовка. То есть, а заголовки у нас помечаются как H1, H2, H3, H4 и так до H6. Это считается заголовки. То есть вы, получается, в кажд... для каждой области сайта, вот здесь вот, это только для заголовков, вы настраиваете сам шрифт. Сама тема Woodmord предлагает разные варианты, можете повыбирать. От зависимости от шрифта будет меняться вообще дизайн шрифта, именно заголовков, да? всех заголовков на сайте. Дальше семейство шрифтов. Это то, что может быть. Италик, light, болт, там жирность, наклон. Болт это жирность. И цифры 700-800. От размера цифр, да, то есть чем больше цифры, тем толще шрифт. Меняется здесь. Дальше какие-то атрибуты для шрифтов. И цвет самое главное. Читайте... Описание, да, задайте параметры шрифта для заголовка, название записи. То есть это у нас записи, вот. Это для блога. Шрифт текста, задайте параметры шрифта для основного контента заголовков. И здесь уже можно помимо лото, название шрифта, еще фон, сайз это размер. Указать размер. Давайте попробуем сделать другой цвет. На всем сайте поменялся... Это дополнительное описание. Вот описание. Видите, все стало синим. Атрибуты, вот эти части стали синим цветом. То есть здесь надо посидеть и очень тонко можно настроить цвета. Или по умолчанию можно сбросить. И не только цвета, и размер шрифта. И дальше просто по аналогии смотрите. И вам надо, если хотите, вы поменять все шрифты. Вы смотрите шрифт для различных названий второй шрифт, заголовок виджетов, там, вот все меняется здесь. Или здесь есть вариант TypeKit. Вам нужно создать учетную запись на сервисе, чтобы использовать type -Kit. Если вы в этом разбираетесь и пользуетесь вот этим TypeKit, то можно здесь еще и подгружать шрифты от этого сервиса. Это что касается использования шрифтов, которые предлагает вам тема Woodmark. Но вы можете использовать и пользовательский шрифт. Читайте внимательно вот эти вот подсказки. Здесь на самом деле объясняется, что нужно, как это сделать, что шрифт нужно скачать. Обязательно документацию вот здесь по ссылке здесь перейдите и почитайте. Там показано, как это можно сделать. То есть вы отдельно с какого-то сайта, который предлагает шрифты, выбирайте шрифт для вашего сайта, скачиваете его. Его нужно будет сконвертировать в формат, форматы. Здесь вот указано, в каких форматах. И загрузить. Просто загружайте шрифты. Т также толщину можно выбрать, название шрифта указать. Например, это будет для заголовков. Дальше вы можете нажать «Добавить» для контентной части. Потом нажимаете «Добавить» в шрифт для каких-то там виджетов и текста основного. Но помните, что шрифт вы выбираете один. какой-нибудь, Например, есть Arial шрифт, обычный, самый популярный. Но у него есть разные стилистики. Вы берете один шрифт Arial и, например, там Bold, Italic, Light. Используйте один шрифт, но с разными стилистиками для разных частей контента, для разных частей сайта. Но чтобы не было такого, для заголовков у вас Arial, для, для основного текста вердана для третьего текста еще какой-то шрифт, это будет приводить к нагрузке на сайт. Поэтому использовать нужно один шрифт. И есть еще возможность загрузить дополнительные шрифты. Переходим дальше. Это стили цвета. И здесь раскрываются еще подпункты. В стиле цвета как раз таки то, что я ранее говорил. У нас все зеленое. Я хочу взять оранжевый. Наверху шапку мы ранее с вами сделали оранжевый. Вот он встроенный цвет. Цвет вторичных элементов на сайте. И вот он основной цвет. Я тоже его делаю таким же. Сохранить. После обновления страницы смотрите: категория оранжевая, название оранжевое. Иконка поиска оранжевая. Тут иконочки оранжевые. Лейбл uh, оранжевый, цены оранжевый, да. Но остались кнопки в корзину зеленые. И тут вот календарь тоже, то есть полный акцент цветовой мы меняем вот в одном месте, точнее вот здесь вот основной цвет. Мы же даже можем задать цвет панели браузера Android, определить цвет для верхней панели браузера на устройствах Android. И можно посмотреть, как это выглядит цвет панели браузера, то есть даже это можно задать. Установите цвет ссылок на страницах, записях и товарах обычный при наведении, то есть можно тоже цвет поменять. Темная версия сайта, темная тема. Переключить сайт на темную версию. Если выбираем, то у нас многие элементы вместо светлый вот сзади вместо белого видите становятся и категории и вот эти все меню Становятся темные, но я оставляю светлый. Следующая вкладка. Переходим в фон страницы, и тут дополнительные вкладки. Первая основная фон сайта. Задайте фоновое изображение или цвет для сайта только для фиксированного макета. Цвет можете выбрать, либо какой-то загрузить фон. Давайте посмотрим, где это. Цвет окружающего фона для всех страниц. Чтобы лучше понять, достаточно просто задать цвета. Желтый и синий. То есть получается синий цвет. Это вот это, да? Это наша общая контентная часть. Здесь она не синяя. Здесь как бы не меняется. Дальше вы можете поэкспериментировать, выбрать вкладку «Магазин», «Фон для страниц магазина», или загрузить картинку в фон отдельного товара. Ну вот, вот, с товаром интересно посмотреть, например, будь зеленый. Я зайду в какой-нибудь любой товар, вы видите вот эта контентная часть и там похожие товары. Если я перейду в другой товар, тоже вот эта контентная часть становится зеленой. Ну я оставлю по умолчанию, сброшу. Также аналогично фон для блога, и фон для портфолио, который мы с вами настраивали, тоже можно здесь настроить. Следующая интересная вкладка – кнопки. Вот как раз-таки по цветам. Стиль кнопок. Плоский, 3D. Ну, вот есть варианты. Это все кнопки наши. Давайте будет 3D. Фон для кнопки. Давайте на этом уровне сохранимся. У нас они оставались зеленые. Я хочу по цвету стилистики сделать их оранжевыми. Но это явно не кнопки, которые у нас с вами идут в корзину. Это какие-то все остальные кнопки. А кнопки для магазина, они ниже. Она у нас уже выбрана 3D. Это такая небольшая рамочка. Это даже видно вот по этой кнопке в корзину. Стиль кнопки меняете, какая вам больше нравится. И вот цвет я беру. Фон для кнопки. Фон для кнопки при наведении. Ну, то есть она может быть там чуть темнее. Вот так вот. Акцент. Акцентные кнопки тоже пускай будут 3D. И тоже они будут. У меня оранжевого цвета. Чуть потемнее сделаю акцент. И акцент цветовая схема текста темно и светлая. И то же самое здесь. И сохранить. Все, теперь я добился полной стилистики. Кнопки в корзину. У меня стали оранжевые. Эти кнопки в корзину они тоже оформить заказ. Тоже они все стали оранжевые. Плашка оранжевая. Эта кнопка подтвердить заказ тоже оранжевая. Да, и кстати, обратите внимание, здесь некрасиво смотрится оформление заказа, потому что здесь сайт-бар выводится. Его бы, конечно, здесь отключить. Здесь нам сайт -бар не нужен. Следующая вкладка стиль форм. Это стиль полей формы Например, это может быть поиск. Вот у нас она квадратная. Но ну, она мне нравится квадратная, я ее оставлю. Здесь можете просто подчеркнутый круглый круг и ширина рамки. Выберите ширину рамки. То есть есть варианты только 1-2. Уведомления. Цвет фона уведомлений об успехе. Ну, зеленый, в принципе, пускай будет зеленый. То есть вы там успешно товар добавили в корзину, например. Цвет текста уведомлений белый. Естественно, белый на зеленом смотрится нормально. Предупреждение. Цвет фона предупреждения и цвет текста предупреждения. Тоже белый на оранжевом нормально смотрится. Можете поменять на свой, если это нужно. Ну, кстати, вот прямо это мне мозолит глаза. Вот этот сайт-бар, который не нужен на странице оформления заказа. На самом деле, идете в страницу, у вас есть такая страница. Я понимаю, что вы уже знаете, как это сделать, но все равно я сюда зайду настройки сайтбара, ничего выберу обязательно и обновить. Теперь при обновлении страницы, здесь видите, страница принимает всю ширину, у нас тут всего две колонки, где заполняет человек данные свои и товар, и способ доставка, способ оплаты, там, который вы укажете. Вот теперь страница это выглядит хорошо. Следующий у нас блок, Макет блога выберите выравнивание основного контента и сайт-бара для страницы блога. Это если вы вот здесь будете вести еще записи, то есть будете вести статьи плюс к своему интернет-магазину. Ну, то есть получается статьями продвигать через интернет в поисковой выдаче свой сайт-магазин через статьи, скажем. Здесь тоже блок можно настроить, макет блога. Одна колонка, две колонки, соотношение сайт-бара. Да? Размер сайт-бара для блога большой, средний, маленький. Вравниваемая галерея, эта опция заменит стандартную галерею WordPress на библиотеку jQuery. Но это надо смотреть. Честно говоря, я даже не смотрел при включенном или выключенном параметре. Дальше здесь, помимо блога, есть еще вложенный пункт блог. Опять же, чтобы смотреть, как он будет отображаться, нужно добавить статей. Здесь статьи не добавлены, поэтому здесь могу только объяснить. То есть дизайн блога. Выберите один из этих дизайнов отображения записей. Я думаю, что очень красиво можно блог здесь э, отобразить с вашими картинками и текстом. Стиль блога плоский с тенью. То есть даже блог можно здесь красиво настроить. Пространство между записями добавить. Постраничная навигация. Даже можно сделать бесконечная прокрутка или кнопку показать больше. Вместо 1, 2, 3 страниц. Это крутая штука, да? Содержимое краткой карточки. Это анонс, анонс, контент на всю ширину. Вот видя эти опции, я просто знаю, что это очень-очень красиво, круто будет выглядеть даже блог на этой теме. Длина анонса в словах или буквах тоже можно лимит сделать. Длина анонса указать здесь. То есть все, все, что нужно для блога, все здесь есть. И отдельная запись, но это когда, скажем, блог это сетка записей анонсы. Настройка этой страницы, да. А отдельная запись, это когда человек проваливается в полную статью. Ее тоже можно здесь настроить. То есть шапка для отдельной записи э, можно, если вы создали и хотите отдельную шапку использовать для отдельных записей, можно сделать. Дизайн отдельной записи по умолчанию, большое изображение. Я даже знаю, как это выглядеть будет, это круто будет смотреться. Элементы. Кнопки шаринга, то есть кнопки поделиться об авторе блок отображать, то есть либо отключить, либо включить эти моменты. Навигация записи, отображать ссылку на следующую предыдущую статью полезно, тоже оставил бы я себе. Похожие записи, показывать похожие записи на страницу записи по тегам, тоже, тоже это я включил бы. То есть я уже вижу, как это выглядит, если вы еще опыта у вас мало, то, конечно, надо вам создать, перейти в записи, добавить рубрик, создать записи, добавить фотографии к записям штук 5-10 записей. И уже здесь эти настройки можно смотреть, как это будет выглядеть на сайте. Естественно, вывести пункт меню, блок в меню, например, здесь, блок статей. И тогда уже вам будет видно, как это будет смотреться. Следующие настройки портфолио мы с вами уже коснулись, рассмотрели, как это выглядит, поэтому сейчас повторяться я не буду. Следующая у нас вкладка идет «Магазин», «Настройка магазина». Действие после добавления в корзину. И по умолчанию сразу выбран у нас вот этот третий вариант, чтобы вы сразу понимали. Корзина, при клике на корзину выскакивает вот такая подложка. Это на самом деле разновидность. Давайте посмотрим. Отображается всплывающее окно. Выбираю, нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ Иду на сайт, обновляю сайт сначала. Итак, что это дает? При просмотре корзины у нас также открывается окно, но если я из товара, из сетки товаров нажму в корзину или неважно, зайду в карточку, нажму в корзину, то у меня будет вот так вот возникать окно товар был успешно добавлен в корзину, продолжить покупки, то есть вот оно всплывающее окно, просмотреть корзину если, конечно я уже перейду сюда, да, кстати у вас если также видите налазит блок, это все что для на этой странице нужно отключить сайдбар, вот здесь вот полоса он здесь не нужен, отключайте. Идите на страницу В ваших страницах WordPress, отключайте сайт-бар, и тогда будет тут нормально смотреться. Я бы, наверное, стал всплывающее окно. И нет действий. Да, и кстати, когда мы это выбираем, скрыт виджет автоматически. После добавления в корзину виджет корзины будет скрыт автоматически. Ну, это надо смотреть. Если включаем, появляется еще одна опция: скрыт виджет после. Установите количество секунд, в течение которых виджет корзины. Покупок будет отображаться после добавления в корзину. Ну, надо просто посмотреть. Уверен, что эта опция хорошо работает. Такие тонкие моменты уже можете сами посмотреть, как это будет. Давайте посмотрим. Нет действий. Пойду на сайт, обновлюсь. Нажму корзина. И как вы видите, никаких действий. Ни всплывающее окно, нет обозначения, что товар добавлен. Ну, не знаю, на, наверное, это будет заблуждение вводить. Здесь-то он есть, вот он. XT3. Да, его я и добавил. Не знаю, третий вариант мало кому подойдет. Я бы себе оставил, наверное, вот этот вариант. Следующая опция показывать поле для выбора количества товаров в плавающей корзине. Давайте посмотрим. Наверное, удобно. Дополнительная опция пойду на сайт, обновлюсь. Имеется в виду, у нас вот сюда, если мы нажимаем, вот здесь возможность появляется добавлять количество товаров прямо отсюда. Да, при отключении опции видно, что здесь нет возможности выбора. Ну, тут уже смотрите сами, как вам больше удобно. Следующий раздел поиска, поиск по артиклу товаров. Включено по умолчанию. Сейчас посмотрим. Показать артикул в результате Ajax, без перезагрузки, значит. И использовать плагин для включения быстрого поиска Ajax. И тут по-английски you need, то есть вам нужно установить плагин и ссылка на плагин. Ну, то есть включаем, устанавливаем дополнительный плагин. Просто можно посмотреть. Скорее всего, он тоже будет платный, я думаю. Ну, может быть, будет бесплатный. Но его рассматривать я не буду. Можете попробовать потестировать. Давайте посмотрим на Ajax, как работает и поиск по артикулу. Сохранить. Зайду в товар. Это когда вы создаете товары у себя, чтобы вы добавляли артикул. Вот он. Протестируем. При добавлении товаров нужно артикул добавить, тогда он будет здесь. Он автоматически, конечно, здесь не подставляется. Перейду на главную, давайте поиск по артиклу. Идет подгрузка. Да, он находит по артиклу товар. Если я зайду, следующая опция вариативные товары. Для вариативных товаров скрыть цену до. Эта опция скрывает более высокую цену для вариативных товаров и оставляет только низкую. Это про то, что мы с вами делали два цвета, белый черный для canon аппарата И от, от цвета может зависеть цена. И вы можете скрыть цену. По умолчанию выключено. Быстрый магазин для вариативных товаров. Позвольте своим пользователям приобретать вариативные товары непосредственно на странице. Ну, то есть, как это понять? Давайте найдем, перейдем в Canon. Uh, у меня единственный товар здесь вариативный, где я добавил два цвета. Если опция отключена, то есть себе в любом случае я бы обязательно это оставил. Упрощая, смотрите, я нажму «Выбрать», так как это вариативный товар, мы не можем сразу в корзину добавить нажимаю выбрать, и только вот здесь я выбираю цвет. Но эта опция включенная, она позволяет это делать, не переходя в карточку товара. Ну, давайте посмотрим, обновлюсь. Нажимаю «Выбрать», и прямо тут, смотрите, подгружается, видите, и всплывает окно для выбора цвета. То есть я здесь выбираю цвет и нажимаю в корзину. Минуя карточку товара, сразу добавляю товар в корзину. Это круто, конечно. Рекомендую оставлять. Дальше текст кнопки «Пустая корзина». Смотрите, когда «Пустая корзина» будет английский текст. Не забудьте только сначала поменять вот этот текст, потому что br мы не трогаем, это перенос строки. То есть вот этот текст на второй строчке. Через Яндекс Транслит я поменяю текст и поменял здесь. Режим каталога вы можете скрыть, ну это, наверное, у всех есть, ну может быть, я так полагаю, что у большинства шаблонов. Включаем каталог, вы можете скрыть все кнопки «Добавить в корзину», «Виджет корзины». Корзина и оформление заказа, это позволит вам продемонстрировать свои товары в виде онлайн-каталога, то есть без возможности совершить покупки. Конечно, вы можете это посмотреть без меня, но давайте вместе посмотрим. При наведении нет у нас быстрый просмотр, список желаний нету, вы видите кнопки корзины нету, здесь тоже нету. У всех товаров прячется просто режим каталога. Уберу эту опцию, вот она здесь. Наверное, многим будет полезна следующая опция. Войдите, чтобы увидеть цены. Войдите, чтобы увидеть цены и добавить в корзину. Вы можете ограничить а, торговую функцию. Но давайте посмотрим. Я уже понимаю, я думаю, вы тоже понимаете. Но для этого нам нужно разлогиниться на сайте, чтобы увидеть цены. Видим цены, потому что мы залогинены. Если я нажму «Выйти», перейду на главную страницу «Неавторизованный». Вот, как я и говорил, кстати, сайт-бара нету, видите? Сайт-бар видит только администратор. Вместо цены, видите, написано текст «Войдите, чтобы увидеть цены». Думаю, многим это будет полезно, потому что многие хотят, чтобы человек был прям зарегистрирован на сайте. Но про регистрацию вы можете более детально настроить в самом WooCommerce. Именно условия регистрации. Вот войдите, если я нажму «Войдите», вот такая формочка входа. Я как администратор зайду на сайт. И здесь последняя опция руководства по размерам. Включите функцию руководства по размерам. Это то, что мы с вами прошли. Если вы не используете, скажем, я это не использую на этом сайте, потому что у меня цифровая техника, это не магазин одежды. Наверное, в моем случае будет лучше руководство по размерам скрыть. Здесь настройки закончены. Давайте переходим дальше на ветке магазин, выбор атрибутов. Вот это очень крутая, очень полезная вещь. Давайте здесь настроим отображать атрибуты на товарах в сетке товаров и стоит выбрать. Ну, вот здесь вы уже понимаете, да, этот цвет. Ну, как правило, обычно этот цвет, выбор цвета. У меня Canon с цветом, давайте на нем и посмотрим. Вариативный товар. Вот сейчас мы не видим выбор цвета на, на товарах в сетке товаров. Сетка, это вот это и есть сетка. Я выбираю цвет. Не знаю, как будут смотреться другие варианты, но цвет, я думаю, это первое, что нужно сделать. Обновляем сайт, как я и говорил, наводим мышь, видите, появился черный кружочек, то есть не заходя в карточку. Белый тоже есть, вот он, просто его на белой, по сути, подложке не видно. Выбор цвета, вот. И тут, если фотография была бы подгружена для белого цвета, она бы сменилась при клике на белый, также на черный. Я просто не добавил этих изображений, поэтому у меня эта фотография не меняется. То есть я могу здесь выбрать черный и дальше продолжить Взаимодействие с этим товаром. Следующая опция. Видите, используйте изображение из вариативных товаров. Ну, вот здесь все описано. Я изображение не использовал. Можете попробовать. Посмотреть вот с этой опции, как будет. Прикрепите выбранный атрибут на ПК и планшете. Включить, выключить. Но ну, я думаю, это будет видно, когда атрибутов добавят чуть больше. Сейчас у меня только два. Выбрать цвет белый и черный. А вот ограничить отображение атрибутов в сетке товаров, это будет интересно. Включаем, и если у вас выводится много цветов, здесь можно посмотреть, я выбрал значение 1, сейчас выводится 2. Представим, что их тут десяток цве цветов. Обновляем. И видите, появляется белый цвет и плюс 1. Если будет еще 6-7 цветов, будет написано плюс 6 или плюс 7. И получается, мне надо на эту единичку нажать, и тогда появятся все цвета, которые скрыты. Полезно, если цветов у вас очень много. Следующий переходим. Стикеры на товарах. Формат надписи. Дизайн. Округленный или прямоугольный. Я беру, мне больше нравится прямоугольный. Вот здесь даже это видно. Смотрится не очень хорошо. Выберу прямоугольный. Надпись распродажи с процентами показать или нет, я оставлю показать. Надпись новый тоже можно показать, когда товар добав добавляете, метка новый к нему присваивается. Или можно в настройках товара вручную выставить, что это товар новый. Период отображения новый, а можете выставить значение. Это в днях, ну пускай 5 дней. Надпись горячий на товарах отображать или нет. Давайте сохранить. Во-первых, метка поменялась. Видите, стала такая прямоугольная. Если зайду в сетку товаров напротив этого товара, поставлю звездочку, будет считаться как избранная. И это будет помечаться как горячий, типа новинка. Или часто покупаемый товар. Давайте посмотрим. Вот видите, хит. Появляется новая метка хит. Это как раз-таки управляется вот здесь надпись горячий включить. Следующие у нас бренды. Отображение брендов. Бренд задается у нас в атрибутах, судя из настроек. Но я это не сделал. Мы можем для примера выбрать любой другой бренд. Даже тот же пример цвета. Посмотреть, где это будет. Бренд на странице одного товара. То есть в карточке. Показатели? Да, нет. Давайте на этом уровне сохранимся. Я выбрал вместо бренда цвет. А по идее эти бренды, я так понимаю, можно создать в атрибутах. Давайте зайдем в какой-нибудь товар. Вот видите, выводится белый, черный. То есть в этой области можно вывести атрибуты а, бренда. Это хорошо видно на демо примере Woodmort. Вот выводится вот здесь вот картинка бренда. Расположение бренда на странице товара. У нас выбран вот этот вариант. Можно еще выбрать в сайт-бар. Но я вообще не буду отображать бренды у себя. Показать вкладку с информацией о бренде. Тоже да, нет. Использовать название бренда для заголовка вкладки. Тоже да, нет. Следующее. Быстрый просмотр. Вообще включить ли его? Включить опцию быстрого просмотра. Вообще это полезная опция. Давайте я перейду в сетку товаров. Для тех, кто не знает, что за быстрый просмотр. Это часто опция в, в любых интернет-магазинах. Часто используемая. При наведении на карточку здесь вот есть быстрый просмотр. По клику появляется. Вот он и есть, быстрый просмотр. Отсюда взаимодействие с товарами подробнее или добавить в корзину. То есть ее это можно вообще отключить. Если включаем, то есть возможность отображать вариативные товары в быстром просмотре. Да, нет. Но если включаем быстрый просмотр, то я рекомендую, конечно же. Вариативный товар тоже оставлять. Давайте я перейду на кана, но у меня здесь вариативный товар. Посмотрим. Вот они вариации. Отображать вариацию, выбор черно-белого. И любые другие вариации, если будут добавлены, должны отображаться. Макет быстрого просмотра выберите. Горизонтальное и вертикальное расположение окна для быстрого просмотра. У нас есть горизонтальное. Можно еще вот такой вариант. Тут из миниатюры видно, как это будет лучше выглядеть. Ну давайте посмотрим. Сохранюсь. При клике вот так вот выскакивает большая картинка подробнее и товар. И здесь можно выставить ширина окна быстрого просмотра. Давайте попробуем поменьше. Нажму на иконку быстрого просмотра. То есть чуть поменьше картинка, да, и вот смотрится поинтересней. Тут на самом деле просто на вкус, как больше вам нравится. Следующая вкладка сравнения, мы ее пропускаем совсем недавно, мы ее полностью разобрали. Список желаний тоже мы с вами все настроили. Дальше страница благодарности. После покупки нас выбрасывает на заготовленную страницу благодарности. Если вы хотите заготовить свой текст, свои картинки, дополнительный контент для страницы благодарности, то есть дополнительный контент, можно устроить это блоком html создать сначала красивый блок HTML и потом выбрать его здесь. Или же использовать текст, добавить картинку. И ниже есть опция «Контент по умолчанию для страницы благодарности». У нас включено. То есть, используя дополнительную страницу благодарности, ниже опции вы можете отключить на странице благодарности детали заказа в e используемые по умолчанию. То есть, я так полагаю, это замена. Этой страницы стандартной на страницу, которую вы здесь можете заготовить. Следующее у нас с вами архив товаров. Первый опция магазин Adjax. Включите функцию Adjax или Ajax для виджетов, фильтров, меню категорий. То есть это все то, что у нас без перезагрузки происходит. Скажем, если я выбираю категорию Canon, видите, грузится колесико и подгружается товары. По сути, это идет без перезагрузки. Вот эта технология, она и называется Ajax или Ajax, не знаю, как правильно. И вы можете это одним нажатием отключить. При отключенной опции, если я перехожу на Nikon, например, вы видите, что страница вся перезагружается. Ну, на Ajax, конечно же, это приятней. Смотрится, я бы это оставил. Прокручивать наверх после Ajax тоже прикольная опция при выборе, например, атрибутов, он прокручивает до вот этого места, где вы выбрали. Это я тоже рекомендую оставить. Расположение описания категорий. Перед сеткой товаров, после сетки товаров. Ну, просто посмотрите, я к категориям не добавлял описание, для этого нужно сначала его добавить. И расположение этого описания есть два варианта. Хлебные крошки на странице магазина. Тоже важный момент. вот у нас страница магазина. Вот хлебные крошки. Здесь они, если не нужны, то в... я считаю, в принципе, они здесь не нужны. Они нужны только в самой карточке. Давайте посмотрим, исчезнет ли вот этот момент после обновления страницы. Да, он исчезает, его нет. То есть именно на странице магазина мы скрыли с вами хлебные крошки. Следующая у нас э, сетка товаров. Вид просмотра товара. Сетка. Изначально выбрано. Вы можете установить другую, другой режим просмотра для страницы магазина. То есть, это все настраивается у нас для страницы магазина. Именно вот как сейчас это отображается. Давайте один пример посмотрим. Вместо сетки список. И когда я переключаю, то есть сетка еще действует ниже опции: количество колонок на ПК 3. Вы видите, вот они три. Смотрите, можно сделать, например, две. Давайте посмотрим. Это важные опции, их надо здесь понимать. Вот по две. И, соответственно, переключаясь на мобильный, можно быть либо один, либо два. Тут уже на ваше усмотрение. Обычно два товара выбирают на мобилке. Здесь я выставляю три. Это что касается сетки. Но если список мы выбираем, то доступны варианты колонных товаров. Вот такого. Плана выбрать все, отменить все. Ну давайте вот так посмотрим. При обновлении видите, в каком, ну как бы списком выводится. Ну, мне так не очень нравится, поэтому я возьму сетка. Тут еще есть выбор сетка, список, список, сетка. Пространство между товарами тоже можете уже сами посмотреть, поиграться, как больше вам понравится. Количество селекторов, колонок. По умолчанию включено разрешить клиентам изменять количество колонок в строке. Это у нас с вами, давайте посмотрим, количество допустимых колонок, которые человек может выбрать, это вот такие вот здесь иконки для пользователя. То есть он нажимает, отображается по две. Вы можете выбрать здесь разные варианты для возможности человека. То есть выбирать... Количество отображаемых колонок. Можете выбрать вообще все. Давайте посмотрим. Обновлюсь. Иконки. Вот вы видите, добавляются вот эти иконки. Это возможность человека а, вот так вот смотреть, если ему удобно, а, в маленькие такие колоночки, да, по многу в ряд. Ниже опции «Страницы» для страницы. А, товаров на странице «Сколько». 12, а потом пойдет постраничная навигация. Тоже решаете, поскольку отображать. Ссылки товаров на странице тоже включить, выключить. Разрешить покупателям изменять количество товаров на странице. Это вот это вот 9, 12, 18. Человек может кликать. Это количество будет показано ему на одной странице. Здесь можете этим управлять. Или убрать полностью. Скрыть товары на странице. Можно просто скрыть и вот эта вот часть должна убраться. Давайте посмотрим, обновимся. Это работает, этот, эту часть мы скрыли. И внизу постраничная навигация. Это классический вариант. Ну, давайте посмотрим еще раз, я перейду в магазин. Для этого я вернул опцию отображать, чтобы показать 9 выбираем. Вот она постраничная стандартная раскладка переключения. Вы можете кнопка показать больше, то есть я рекомендую выбрать что-то интересное, либо вот этот, либо вариант бесконечный, это Infinity прокрутка. Давайте посмотрим, обновимся. Видите, какая кнопка прикольная, загрузить еще. Нажимаю, подгружается еще товар, то есть я бы вот так оставил. Дальше для многих будет интересная вкладка, это стили товаров. Переходим и сразу нам показывается, как будет выглядеть Наведение на товар. Выберите один из этих эффектов наведения. У нас видно, что выбран по умолчанию вот этот вариант. И, на мой взгляд, он самый интересный. Вы можете просто кликнуть по любому варианту и видеть, как это, по сути, карточка выглядит. Видите, вот иконочки сбоку, цвет вот так вот выглядит. Тут он вот так вот выглядит, тут он затемняется, тут он весь затемняется. Просто как вам больше нравится. Я оставляю по умолчанию, как он и есть. Следующая опция это открытие товара при нажатии на мобильных устройствах. Если отключить эту опцию, то при нажатии на товар на мобильных устройствах пользователь увидит его описание и кнопку добавить. Ну, то есть решайте, как вам вы считаете правильно будет вот эту опцию распорядиться, включить ее или выключить. Следующая у нас рамка в сетке. Добавить ли рамки между товарами в сетке? Тоже это визуальный момент. Смотрите, как вам больше нравится. Изображение при наведении у нас включено. Рекомендую эту опцию оставить, потому что при наведении вы видите, подгружается э, другое изображение из галереи данного товара. Если это не нужно, это можно просто отключить. Содержание при наведении. Анонс, дополнительная информация, ничего. При наведении вы видите, анонс выскакивает. Дополнительная информация. Давайте попробуем сделать ничего. Теперь при обновлении страницы, при наведении у меня не выскакивает описание. Но я, наверное, верну эту опцию обратно, анонс. Панель прогресса товаров на, на складе. Отображение количества проданных и находящихся на складе товаров в виде панели прогресса. Ну, надо это смотреть. Давайте включим. Сначала давайте включать не будем. Для этого нам нужно зайти в любой товар. У меня нет пока ни одного товара, который у меня на складе как бы ограничен. Ну вот я взял за основу Canon EOS M200. Давайте я сюда и зайду. Здесь в настройках товара на вкладке запасы я оставлю птичку управлять запасами. Количество в запасе у меня, например, 5. Ну и можно еще поставить опцию начальное количество на складе, пускай будет 9. И сохранимся. Если у нас опция в теме Woodmart не включена, то просто это будет выглядеть 5 в наличии. Вот так это выглядит. Включаем панель прогресса товаров на складе, сохранить. Итак, панель прогресса товаров на складе я включил, выставил запасы. У меня появилась здесь линия. Вот такая линия должна появиться прогресса. И по идее, линия должна появиться здесь но почему-то у меня здесь оно не появилось. То есть, если мы посмотрим на документацию о Вудмор, то здесь вот показан прогресс, видите, прям в карточке. В моем случае почему-то этого прогресса не видно. Дальше, таймер обратного отчета. Крутая штука, которая реализуется обычно сторонними плагинами, но в премиум темы это должно работать. Отображать таймер для товаров, который имеет запланированную дату для цены продажи. Давайте я включу и сохраню. Чтобы вообще настроить товар, вам нужно здесь перейти, опять же, не знаю, с вариативными товарами вроде это не работает. Если это вот вариативный товар, то вам нужно выбрать вот здесь вот запланировать. Выставить дату, когда начинается распродажа, и дату окончания распродажи. И, соответственно, выбрать цену сниженную. И получается, если это вариация, значит, для второй вариации надо тоже это сделать. А в данном случае у меня нету, видите, таймер не показывается. То есть, возможно, это работает с одиночными товарами. Вот он у меня включен. В данном случае я был прав. Вот я пришел, прошел в любой другой товар, который у меня просто одиночный. А вот просто выставил дату начала и дату окончания, даже не выставлял цену а, скидки. Вот этот товар, видите, внизу таймер тикает. здесь вот его видно. Осталось там 7 дней до конца акции. Если я перейду внутрь в карточку, то здесь таймер нет. Скорее всего, для карточки будут другие настройки опций. Сейчас мы настраиваем именно здесь. Потому что здесь я вижу таймер работает. То есть для одиночных товаров никаких проблем здесь на этом уровне настроек я не вижу. Все работает. Следующая опция показывать категорию товаров рядом с названием. Решаете да, нет. Показывать бренд товара рядом с названием тоже. Лимит строк для заголовков товаров. Одна строчка, две строчки, ничего. Ну, я так понимаю, для длинных заголовков есть вариации. Кирпичная кладка. Полезно, если ваш товар имеет разную высоту. Но это зависит от того, мы включаем, есть ли у вас фотографии для товаров разного размера. Если включаем, появляется еще одна опция – сетка товаров с различными размерами. В этой ситуации некоторые из товаров будут в два раза больше по ширине, чем другие. Рекомендуется использовать только в виде сетки из шести колонок. У меня в моем случае таких проблем не может быть, потому что фотографии все идентичного размера между собой, поэтому вы уже смотрите специфики ваших товаров. Следующая опция стили категорий. И тоже выбор предстоит, как это будет выглядеть. Опций здесь немного. Я на, на своем сайте такое не выводил, но покажу. Вы должны пройти, чтобы это увидеть. Вот скажем, вот видите, вот сейчас, если я пройду в магазин, я не вижу товаров, но сначала вижу вот такого дизайна категории. Мне, мне нужно сначала кликнуть на категории, только потом я проваливаюсь в соответствующую категорию с товарами. Вот я провалился и вижу. То есть, тут просто уже вот этот уровень вложности как вам э, удобней. Смотрите, вы проходите внешний вид, не забывайте, вот здесь есть настроить. Дальше вы переходите в e-commerce, каталог товаров. И вот здесь решаете: отображать. Показать товары это так, как изначально сейчас выглядело. Отображать категории или отображать категории и товары. То есть выбирайте, показать товары это вот сразу товары, как изначально вы уже видели у меня. А если отображать категории, даже здесь сейчас вот подгружается, вот вы видите, вот категории. И вот этот дизайн, если вы хотите вот так выводить, вы вот здесь вот решаете. Я оставляю по умолчанию. Также можно настроить категорию с тенью или без нее. Скрыть количество товаров по категориям. То есть показывать ли, скрывать ли количество или нет. Это видно вот здесь вот. 4 товара показано. Скрывать ли вот это вот число товаров. У меня это показать товары. Я оставлю, не хочу показывать вот эти категории. Следующая опция ⁇ фильтр магазина. Если включаем, то есть еще две, варианты, две, две опции. Фильтр магазина всегда открыт. Сейчас посмотрим. Тип содержимого фильтра магазина ⁇ виджеты, которые вы можете добавить вот в этот фильтр. Либо выбрать произвольный контент, но тогда его нужно заготовить в HTML блоках то, что вы уже сделали, и выбрать этот блок потом здесь. В свернутом виде у вас появляется, вот видите, такая ссылка вот здесь, на странице магазина. Нажимаю «Сортировать по популярным», там по всем вот этим вот моментам. И она свернута. Фильтр магазин всегда открыт. Давайте попробуем посмотреть. То есть при обновлении страницы этой ссылки не будет. И вот эта фильтрация там, по цене, с, там низкая цена, отсортировать по средним. Все это раскрыто. Я это у себя не вывожу. Здесь на ваше усмотрение. Дальше виджеты. Функция переключения для виджетов категории включена. Включите это, если... Чтобы включить аккордеон для виджета категории товаров у Commerce, полезно, если у вас много категорий и подкатегорий. Скажем, если вы выводите вот сюда в сайт-бар Категории, вот эти вот, как canon fuji и там много-много вот этих категорий под категорий. То можно, то есть включают опцию. У вас будет возможность скрыть, чтобы они слишком длинным списком вниз не тянулись. Следующая прокрутка для фильтров включено. И тоже рекомендую оставить. Здесь из описания понятно, можете прочитать. Высота виджетов фильтров. Установите высоту виджетов в пикселях. Ну, если как-то смотрится не очень хорошо, вы можете поиграть вот этим ползунком. Следующее у нас с вами заголовок страницы, отображать где заголовок. Это на самом деле слово магазин, которое вот здесь у нас показывается. Здесь из описания понятно, где отображать или выключить вообще этот заголовок. Вот сейчас он выключен, давайте я обновлюсь, я его обратно включил, вот этот магазин выскакивает. Следующая опция тоже на отображение у нас работает, да, при выключенном вот эта категория, и заголовки страницы. Это меню категории генерируется автоматически на основе всех категорий в магазине. Вы не можете управлять этим меню, как другим меню WordPress. И если это включено, вот у нас ниже опции, которые к этому относятся. Отображать дочерние категории, показывать количество товаров для каждой категории, скрыть пустые категории, исключить категории. Ну, то есть это наши категории товаров. Вот они, мои категории сейчас подсветились. Canon, Fujifilm, Nikon, Sony. Исключить их можно от показа. Дальше сайтбар. Сюда мы с вами заходили. Это полное отключение сайдбара. Либо слева сайдбар показан, либо справа. Далее идут настройки размера сайдбара. Маленький, средний, большой. То есть это глобальная настройка для сайдбара. Включить выезжающий сайдбар. Включить да, нет. И выезжающий у нас работает для мобильных устройств, для планшетов, для ПК выключено. Потому что для ПК экран у нас позволяет, а для мобильных устройств мы с вами это можем посмотреть. Вот такой выезжающий сайдбар у нас для мобильного устройства. Тоже можно отключить, если хотите отображать, но не думаю, что будет отображаться красиво. Также можно еще включить липкая колонка для выезжающего сайдбара отображение кнопки фильтров установлено на экране для мобильных и планшетных. Ну, наверное, это будет интересно. Давайте включим, перейдем в имитацию мобильного устройства и проверим. В данном случае в имитации я не вижу, но я заходил ранее через реальное мобильное устройство, и это работает. Хотя сейчас вот обновил, почистил кэш, смотрите, даже в имитации тоже работает. Вот я прокручиваю, вот такая иконка, вот она появляется. Вот это и есть иконка, вызывающая сайтбар. Она вот залипла сейчас, залипающая вот такая вот иконочка. Следующие настройки у нас отдельные товары. И первая шапка отдельного товара ⁇ это то, что наша шапка можно создать дополнительную для отдельного товара. То есть отдельный товар ⁇ это получается карточка товара. Давайте сразу перейдем, будем смотреть, что там есть в конкретный товар. Можно выбрать растянуть содержимое на всю ширину. То есть вот так это выглядит не растянуто. Давайте попробуем включить, сохранить опции. И тогда у нас растягивается. И миниатюры становятся больше. Все зависит от того, как вам больше нравится, наверное. Кстати, таймер тикающий, он и в похожих товаров под товаром тикай там, где мы ранее установили с вами время до окончания акций. Я не знаю, мне нравится больше, когда это емко, как было раньше. Дальше сайдбар, это для как конкретно отдельного товара. У нас отключен, я думаю, что здесь он не нужен, но если надо, то можно вы... включить колонка слева-справа и размер выбрать сайдбара маленький, средний, большой. Информация о товаре, дизайн страницы товара по умолчанию может быть по центру. Ну, смотрите, как вам больше нравится. Прикрепленный товар, если включить эту опцию, раздел с описанием будет липким. Но опять же, это надо смотреть. Это все визуальные эффекты. Давайте обновим сайт и посмотрим, что изменилось. На самом деле закрепляется вот эта область с миниатюрами. Смотрите, я кручу, она, видите, немножко едет до момента, где здесь уже контент идет. Это будет хорошо видно, когда эта колонка. Мы можем далее в настройках изменить вывод миниатюр, сделать этот блок выше. Тогда вот эта часть есть здесь будет ну, больше очевидней, скажем так. Добавить тень в итоговый блок товаров. Полезно, если вы зададите цвет фона для отдельных страниц товара, например, серый цвет. Ну, надо смотреть просто. Это опять визуальный эффект. Думаю, без меня его посмотрите. А мы с вами движемся дальше. Изображение. Ширина изображения товара. Вы можете выбрать другой макет страницы в зависимости от размера изображения товара. То есть просто вот в виде даже вот эти миниатюры для себя решить, как вам больше нравится. Например, вот большой. Я не знаю, получится ли с моими изображениями это сделать. Давайте обновимся. Вот такое вот большое изображение. Оно занимает просто большую часть а, этого блока. Я верну, как было. Дальше, вот расположение миниатюр. У нас слева, вы видели, вот эти вот стрелочки с миниатюрами. А, можно сделать под основным изображением. Например, вот так вот давайте, или вот так вот, где колонка будет прям очевидно по поводу фиксации колонки. Этот эффект, на самом деле, вот то, что я выбрал, сейчас присущ а, современным, по сути, тенденциям вот он, видите, вот эта колонка фиксируется на самом деле. Вот, фотографии движутся и потом появляется описание. То есть колонка с корзиной и с выбором атрибутов, она фиксируется, пока я прокручу миниатюры. А можно сделать еще вот такой вариант, вот такой вариант. Тут уже на ваше усмотрение. Я, наверное, сделаю классическое отображение миниатюр под основным изображением. Обновим сайт. Вот этот мне больше, мне кажется, и так интереснее смотрится. Хотя, наверное, нет. Все-таки я оставлю, как было изначально. Далее вы можете задать ширину миниатюр. Миниатюры – это вот эти маленькие картиночки, которые у нас, по сути, галерейка изображений. Для них этот размер. И также здесь есть некая установка дополнительного плагина, для, чтобы изменить размер миниатюр, пересоздать. Для этого нам потребуется специальный плагин, который надо установить и настроить. Вот, тоже неизвестно, не смотрел этот плагин, платный, не платный. Дополнительная нагрузка, я бы не советовал ставить это сюда. Дальше. Действие основного изображения при нажатии. Увеличить всплывающее окно. Ничего. Если мы выбираем всплывающее окно, показать иконку увеличения изображений включить стоит. То есть, что у нас происходит при наведении, оно, видите, как сразу увеличивается. Здесь опять вопрос дизайна. Как вам больше нравится? Можно выбрать вообще ничего. Автоматически высота карусели можно выбрать. Полезно, если у вас изображение со разной высотой. Вот об этом и речь. Подписи к изображениям в окне lightbox. Ну, это подписи, когда вы изображение добавляете в свои товары. Если вы подписи добавляли, тогда, может быть, и смысл их показывать. Дополнительное изображение для вариаций. Дополнительное изображение для вариаций. Показать, да, лучше показать. Это при добавлении товаров к вариации можно добавить фотки метод хранения данных, метод родительского товара, метод данные вариаций товаров. Если у вас возникнут проблемы с импортом, экспортом данных, дополнительных изображений вариаций, то необходимо использовать метод, метод данные вариации Не знаю, не сталкиваться с никакими проблемами. Если вы столкнулись с подобным проблемой, попробуйте этими опциями поиграть. Порог вариации AJAX. Увеличьте это значение, если вы заметили проблему с функцией доп дополнительных изображений и вариаций. У меня проблем здесь не было. Можно увеличить значение, если у вас будут какие-то проблемы здесь. Следующая опция. Параметры добавления в корзину. Adjax для добавления в корзину. Ну, то есть без перезагрузки тоже рекомендую. Хотите, отключите и посмотрите, как это будет без технологии Adjax. Плавающий значок корзины. Блок добавит в корзину. Показывает в нижней части экрана. Кстати, это достаточно интересно. Если это выключено, то есть опция прокрутка вверх при выборе варианта для ПК и для мобилки. Когда вы включите эту опцию и нажмете на некоторые варианты и нажмете на некоторые варианты с изображением, страница будет прокручена вверх. Опять же, визуально чистые эффекты. Но вот плавающий значок корзины включу. Плавающий значок корзины на мобильных устройствах тоже на самом деле, наверное, вот на мобильных будет не очень, но надо смотреть. Давайте посмотрим на компьютерной версии. Обновлюсь. Появляется внизу при прокрутке плашка. То, что в корзине у меня сейчас нет, но показывает именно этот товар. Canon EOS M200D. Точнее, M200 он называется. Просто внизу, чтобы наверх не прокручивать человек, потому что, смотрите, корзина, кнопка же наверху. Он вроде хочет купить, но пока что я почитаю. А чтобы ему наверх не воз... не не возвращаться, чтобы нажать на корзину, нам сразу предлагают отсюда добавить. Ну, это полезно и для мобилки, это можно тоже выставить. Надо смотреть, как больше будет вам нравиться. Область перед кнопкой добавить в корзину. Блок HTML также можно добавить, либо в эту область, если нужно написать какой-то текст. Область после кнопки добавить в корзину. Просто добавьте текст, посмотрите. На самом деле, если вам нужно сопроводить каким-то текстом. Следующая опция у нас элементы. Показать метод данные товара. Это категории, теги, артикул. У нас показывается и артикул, и категория, и метка. Вообще такие данные показывают, но вы можете после вкладок просто перенести отображение или скрыть. Расположение апсейл товаров. Сайдбар скрыть. Ну, смотрите, для тех, кто не знает, я апсейл не добавлял здесь, поэтому не могу показать. Но это добавляется у нас в товарах. Давайте посмотрим. В раскрытом товаре на вкладке сотрудничества вот апсейлы. Я об этом говорил э, в бесплатном курсе про WooCommerce. Кто не смотрел, смотрите. Здесь набирайте название товаров, добавляйте, где не отображаются как раз таки. Это вот к этой опции. Движемся дальше. Краткое описание. Включить, отключить текст краткого описания в блоке «Информация о товаре». Включить-выключить – это тоже, вот видите, краткое описание. То, что вы сюда добавляете текст. И сейчас у меня этот текст, он выводится вот здесь. Краткое описание. Его можно выключить только. Показать таблицу атрибутов после краткого описания. Вы можете отобразить таблицу атрибутов вместо краткого описания. Вот это Полезная опция, потому что сейчас а, у нас это детали. Вот это и есть атрибуты. Видите, оно достаточно низкое. Многим, наверное, это будет неприемлемо. Поэтому я включаю сохранить и должен показать вам, где это. Обновляем страницу. И это у нас отображается сразу после описания краткого, сразу здесь. То есть здесь у нас эта вкладка подробнее, она у нас исчезает. Переносится все сюда. Но визуально мне это не нравится, как смотрится, и у себя бы я оставил, как было. Смотрите, панель прогресса товаров на складе отображает количество проданных и находящихся на складе товаров в виде панели прогресса. Это то, что мы коснулись ранее. Я вам показал, что эту полосу прогресса не видно было в карточке. Такое ощущение, что есть некие проблемы или ошибка. На самом деле никакой ошибки нет, просто настраивается это все в разных местах. Мы с вами этот прогресс видели, эту полосу. Здесь вот она. Но в карточке мы ее не видели. Она есть, вот она включается э, в отдельных настройках. Если в виде такой полосы, чисто визуально это, вам это нужно, вам нравится, тогда мы включаем. И то же самое с таймером обратного отчета. Его не было видно для одиночных товаров. Вот я зашел, вот здесь отображается, вы видите таймер. То есть он отображается и в карточке. Это мы настроили чуть ранее. Давайте я прям перейду. Вот внизу, таймер есть. И если в карточку мы провалимся, таймер. Вот он здесь его тоже видно. Напомню, что это пока что работает именно к одиночному товару, не к вариативному. Таймер в, в быстром просмотре не виден. А вот как раз таки ниже. Обратный отчет для вариативных товаров он существует. Его просто надо было включить здесь. Сейчас мы это проверим. Удалить дублирующую цену для вариативных товаров. Когда вы выбираете любой вариант цены, на странице товара будет обновлена с, фак... с фактической ценой вариации. Ну, можно посмотреть. Давайте сохранимся. Вот я зашел в товар М200. Он у меня вариативный. Вот выбор цвета. И таймер мы видим здесь. Следующая. Хлебные крошки и навигация. Расположение по умолчанию под шапкой ин и информация о товаре. Ну, то есть, хлебные крошки, они нормально сейчас располагаются. Хлебные крошки на странице товара можно отдельно отключить. Навигация по товарам. Отображать навигацию следующей, предыдущей на товаре. На самом деле, это вот это вот стрелочки. Тоже полезно очень, лучше оставить. И я был прав, я ее скрыл, чтобы показать, вот здесь сейчас нету переключателей, видите. Лучше это оставить, конечно же. Следующая опция – кнопки шаринга. Если зайдем в карточку товара, у нас есть такие. Поделиться конкретным товаром вот в социальных сетях, там, например, вот в Одноклассники и все соцсети, которые я выбрал ранее. Для России хорошо подходящие. Здесь отображать кнопки «Да», «Нет». Если отображаем, тип кнопок «Поделиться» или «Следовать». То есть здесь нужно понимать, поделиться это когда человек делится на страницах своих социальных профилях, например, данным товаром. Это есть социальное продвижение вашего магазина. Если это будет следовать, значит, вы можете переключиться между кнопками поделиться и следовать на странице отдельного товара. Если мы переключаемся, то эти кнопки превратятся в соц-кнопки там, где вы есть в социальных профилях. Ну, то есть это не совсем то, это не, здесь не подходит. Здесь нужно именно, чтобы были кнопки поделиться. Поэтому я рекомендую это оставить так. Дальше вкладки. Вот как раз мы с вами добрались до вкладок. Это у нас в каждом товаре вкладка описания, детали, отзывы. Есть некая вкладка на английском языке и тест, который я добавил в конкретном товаре. Вкладки Выберите, какой стиль для вкладок товара – вкладки или аккордеон. Если аккордеон, то расположение вкладки стандартный после кнопки «Добавить в корзину». Вот давайте посмотрим, чтобы вы понимали, какие здесь есть разновидности. Обновимся. У нас появляется а, достаточно интересно смотрящее. Смотрите, вот так кручу. Описание. Детали. Отзывы. То есть чисто визуальный эффект, как вам больше нравится. Ни на что он особо так больше не влияет. То же самое можно оставить в стандартном варианте. Давайте посмотрим. Может быть, все-таки это будет прям вот золотая середина для вас. Аккордеон остается, но остается на том же месте. Не затрагивая вот эту часть. Вот этот самый аккордеон. Но здесь как раз-таки, мне кажется, лучше смотрятся вкладки. Именно аккордеоном он смотрится лучше здесь как мы до этого с вами смотрели. Поэтому на ваше усмотрение я оставлю как есть. Скрыть заголовок вкладки. Не показывает дублированные заголовки для вкладок товаров. Да, нет. И смотрите, вы можете добавить на русский переименовать. Это вот у нас в каждом товаре. Давайте я сохранюсь, обновлюсь и посмотрим. Вот эта вкладка у нас добавляется. Здесь даже ничего нет. Я так полагаю, что это глобальная вкладка. Если сейчас мы ее здесь настроим, то есть поставим здесь заголовок вкладки русский, и тип контента тоже будет русский. И это будет подставляться к каждому в товару один и тот же текст. И тип даже контента вот здесь может быть блок html, выбранный ранее, предварительно создать здесь, вы это знаете. И здесь может добавлена еще вкладка 2, вкладка 3. Всего три вкладки дополнительных можно добавить. И так уже к основным описание, детали и отзывы. Я, например, не предполагаю никаких вкладок, выбираю здесь скрыть вкладки и нажимаю сохранить. Все. После этого у вас больше не будет здесь вылазить каких-то новых вкладок. Есть только стандартное описание, детали с атрибутами, отзывы, тест. Это я добавил к этому товару. У вас этой вкладки не будет. У вас будет три вкладки стандартные. Все, здесь разобрались. Отзывы. Дать возможность людям, которые оставляют отзывы, загружать изображения в свои отзывы на ваше усмотрение. Количество изображений в одном отзыве можно ограничить, стоит 3. Максимальный размер загруженного файла 1 мегабайт. Ну, то есть, чтобы слишком большие изображения не могли загружать. И тут у нас еще будет ограничение сервера. Требуется ли изображение? Да, нет. Если флажок установлен, пользователь не сможет оставить комментарий, не прикрепляя изображение. Кому-то это важно. И также расположение отзывов, вариант формы отзывов. Это вкладка, то есть как она есть вот. Но есть у нас и возможность под описанием. Ну и давайте посмотрим, как это визуально будет смотреться. Обновлюсь. Описание. То есть прямо под... Вот этим описанием переносится просто формочку отзывов ниже. Ну не знаю, мне кажется, что лучше, чтобы это было вкладкой. Следующая вкладка похожие товары. Отображать похожие товары выключить. Ну вообще это очень полезная вещь. Вот если мы в товаре находимся, вот у нас похожие товары. Лучше отображать. И на всех магазинах я вижу, что это отображается. Вид похожих товаров можно поменять сетка либо либо слайдер. То есть это опять же визуально. Количество похожих товаров можете ограничить. И колонки с похожими товарами 4. У меня просто товаров меньше, поэтому нельзя сейчас посмотреть, как это будет с большим или меньшим количеством товаров. Следующая вкладка у нас «Войти» и «Регистрация». Вкладки «Страницы входа». Включить вкладки для входа, для форм входа и регистрации. Можно вообще выключить. Если включаем, то заголовок на странице регистрации у вас будет на английском. Вот здесь вот надо будет вам переминать по-русски «Зарегистрироваться». Текст регистрации тоже на английском надо будет перевести вам. Вы уже знаете как. Изначально, если я разлогиню с сайта, как это выглядит. Вот видите, такая ссылка «Вход и регистрация». Всплывающее такое окно. Если у меня уже есть логин и пароль, я вхожу. Или «Создать аккаунт». Не могу создать аккаунт, потому что, помните, на самом WordPress надо разрешить регистрацию пользователей. То же самое ниже логин меняете на русский. И текст можно добавить в свой. Панель управления. Иконка меню панели. Добавляет блок иконок на страницу моей учетной записи в качестве навигации. Включить и выключить. А давайте с вами проверим. Я зайду. Вот есть выйти кнопка. Про них идет и речь или нет. Нажмем выключить. Так и есть. Обновляю страницу. И на панели управления вот эти кнопки исчезают. Полезно я считаю оставить. Поэтому я это включаю. Смотрите еще раз. Обновлюсь. И кнопки появляются вот эти мои кнопочки. Также ниже вход через социальные сети. Здесь есть документация, ссылка на документацию на английском языке, где показано, как настроить доступ через Facebook. ID приложения Facebook надо подставить сюда и секретный ключ. Также есть возможность авторизации через Google и ВКонтакте социальную сеть, ВКонтакте русскую социальную сеть. То есть появятся дополнительные кнопки рядом с формой «Войти на сайт». И ниже опция «Альтернативный механизм авторизации». Включите его, если вы будете перенаправлены на страницу учетной записи без входа в систему после нажатия на кнопку социальной авторизации. То есть надо уже смотреть по факту, хотя бы настроить что-то из... Это же может быть настроено только ВКонтакте, а другие, например, вам не интересуют моменты. Вообще вот эта авторизация через какие-то сторонние механизмы типа социальных сетей на своем сайте, мне это как-то не особо нравится как-то не доверяю я этим моментам, поэтому у себя бы я, конечно, такой бы не стал настраивать. Пускай будет классическая регистрация, авторизация на сайте, на моем сайте. Следующая вкладка настроек – социальные профили. И липкие социальные профили, если включаем, то положение слева-справа и липкие социальные поделиться сайтом вашим в социальных сетях или следовать, то есть ссылки на ваши соцпрофили, выбирайте. Визуально это просто вот такие социальные кнопочки, Видно, что они залипли. При прокрутке их видно. Нет, у себя бы я такое не стал выводить. Кнопки шаринга. Мы здесь с вами уже были. Мы включали те кнопки, через которые нам можно расшарить наш сайт. Это то, что мы с вами вывели вот здесь. вот. Ну, изначально у нас было выведено это в шапке сайта. Соответственно, если вы выводите ссылки в социальных профилях, то ниже ссылки вы задаете там, где вы есть в социальных профилях. Если вы хотите вывести такой блок, либо липкий вот этот блок, либо в любом месте на сайте можно вывести виджет. Как сделать так, чтобы отобразились нужные социальные профили? Там, где стоят решетки, эти соцсети, они будут выводиться. Вам надо просто удалить все решетки отсюда. И там, где вы хотите показать, где вы есть, например, ссылка в YouTube, Ссылка, например, ВКонтакте. Просто проставляйте реальную ссылку на свою группу или паблик ВКонтакте. И группу а, в YouTube ссылку проставляете, если хотите отображать их здесь. Проставляйте ссылки, дальше виджетами выводите, или это может быть вот здесь вот выведено у вас. Следующая вкладка настроек интеграция API. Можно сделать интеграцию с Инстаграмом. Здесь есть here, это ссылка на документацию. Честно говоря, я Инстаграмом вообще не пользуюсь, но можно как-то здесь интегрироваться. И если используете ключ, используете Google карты на вашем сайте, можно здесь подвесить ключ от Google карт. Как получить ключ? Здесь вот есть ссылка, которая нас перебросит на документацию Google. Следующая вкладка производительность, и здесь остановимся поподробнее. Это самое важное вообще из всего, о чем стоит поговорить в этом обучении. Прежде чем начнем рассматривать опции, которые присутствуют для оптимизации в теме Woodmart, я скажу несколько слов от себя. Оптимизация сайта для новичков информация существует для того, чтобы ускорить наши страницы, ускорить наш сайт, чтобы он загружался у конечного пользователя быстрее, потому что медленные сайты убивают все. Убивают конверсию, убивают продажи, убивают посетителей. Люди просто уходят, не дожидаясь загрузки сайта. Это нужно понимать. И когда человек разворачивает интернет-магазин на самом дешевом хостинге, и потом удивляется, что у него все медленно, и при этом он установил быструю тему, он установил плагина оптимизации скорости загрузки сайта, и все равно все медленно. Вот я хочу рассказать а, от себя вот вкратце, скажем так. Вы должны понимать, что изначально все зависит от хостинга. Чем мощнее и красивее ваш шаблон, ваш сайт, тем больше он требует ресурсов. Можно провести а, аналогию с видеоиграми. Если вы хотите, чтобы современная, мощная, красивая игра красиво смотрелась на вашем компьютере, играбельно, на высоких настройках графики, не тормозило. Что для этого нужно? Для этого нужно мощное железо, то есть мощный компьютер. Мы должны это понимать, и начинается все отсюда. Если вы хотите, чтобы такая мощная, красивая тема, как Вудмурт, или аналогичная, похожая тема, быстро загружалась, то вы должны понимать, что у вас должен быть специальный хостинг, а не простой хостинг. А уже потом мы занимаемся оптимизацией сайта на стороне сайта. К примеру, возьмем вот хостинг, который я, в принципе, всем рекомендую и сам использую. Здесь просто посмотрим по примеру. Если вы берете WooCommerce, если вы берете шаблон, то я сразу рекомендую выбрать некий, называется он VPS хостинг. То есть есть вот хостинг, тут тарифные планы, цены можно посмотреть, а есть следующая ступень VPS. VPS это промежуточный вариант между выделенным сервером, самым дорогостоящим решением для супер нагруженных сайтов, которые не каждый может себе позволить, и между простым хостингом. То есть выделенный сервер вы получаете просто мощный компьютер, голый. Все равно, что вы купили компьютер без Windows, и вы должны установить все программное обеспечение туда. Здесь уже нужны навыки администрирования сервера. Либо можно на самом хостинге нанять администратора сервера, который вам все настроит. Он должен следить за этим сервером, обновлять ПО и так далее. Конечно же, простой человек, небольшая компания не будет брать сразу выделенный сервер для своего начального магазина. Это уже для крупных компаний, которые создают себе магазин, они, у них есть возможность нанять администратора, они сразу берут выделенный сервер. Выделенный сервер тоже надо уметь настроить таким образом, чтобы это влияло на хорошую производительность сайта. Но для нас, для, скажем, среднячков, ну, бизнесменов среднего бизнеса, да, небольшого бизнеса, золотая середина – это VPS-сервер. Вот здесь вот что такое VPS, можете почитать, да. Это чуть мощнее самого хостинга по всем параметрам, превосходит возможности хостинга, что дает больше ресурсов для загрузки тяжелых сайтов. Поэтому, когда вы берете что-то типа интернет-магазина, плюс на нем установлен конструктор страниц, плюс мощная тема, несмотря на то, что там есть все вот эта оптимизация, чтобы была быстрая, очень быстрая загрузка сайта, тогда нужно сразу, сразу брать VPS хостинг. VPS тоже бывает разный, вы сюда перейдете, и тут уже по тарифам надо смотреть. Конечно, можно попробовать самого дешевого тарифного плана, здесь Опять же, если вы понимаете, что такое выделенная там память, что такое там два ядра, да, опять же, я сам пока не увижу, как работает сайт на WooCommerce на этом тарифе, я не буду знать, как он быстро грузится сайт, да, то есть нужно все настроить. В любом случае, если этого тарифа будет не хватать, потом вы легко сможете переехать там на самый дорогой, например. Учитывая то, что если мы ставим голый WooCommerce, ничего на нем нет, ни плагинов, ни товаров, он уже показывает красную зону, если мы измеряем PageSpeed Insight на мобильных устройствах. О чем тут можно вести разговор, что e-commerce интернет-магазин, сам по себе уже не пригоден, по сути, для интернет-магазина, раз он такой тяжелый, хотя он является лидером. У него нету на WordPress, у него нету конкурентов. Он самый главный компонент интернет-магазина. И миллионы, миллионы людей используют его для своих сайтов. Тут нужно просто понимать. Что для такого тяжеловесного компонента плюс у нас дополнительные плагины, плюс у нас тяжелая тема, фотографии вы не знали, что надо оптимизировать, загружали туда большие. Это сразу все так нагрузит сайт, что мало не покажется. Да, и когда вы серьезно отнесетесь и возьмете себе не, VPS, нельзя рассчитывать только на хостинг, потому что на стороне сайта нужно тоже произвести оптимизацию. Сейчас вот как раз таки мы к этому с вами и подходим. Еще одно преимущество премиум темы и вообще, наверное, любой премиум темы, они на борту имеют свой механизм оптимизации. Вы, вы уже это видите. Вот есть вкладка производительность, которую мы сейчас начнем разбирать, и тут куча всего есть. Если у вас какая-то дешевенькая тема или там, непроработанная тема, да, то у вас не будет механизма оптимизации. Есть куча дополнительных бесплатных, около бесплатных платных плагинов для оптимизации сайта. Их огромное количество, их можно использовать, если на борту у нас, в нашей теме нет этого механизма. Но у нас здесь это и есть, это значит, что еще один плагин мы не устанавливаем и можем здесь все настроить. Теперь касательно опций самого Woodmart. Я хочу сказать, что я впервые увидел такое изобилие настроек предназначенных для оптимизации скорости загрузки сайта. Ни разу я такого не видел. Я пересмотрел кучу премиум тем и кучу плагинов для оптимизации. И ни в одном из них нету такого изобилия настроек по оптимизации. Нужно еще понимать, как это настраивать. То есть нельзя по моему видео сейчас настроить сайт также. Все индивидуально. Зависит от того, какие плагины вы используете, какой хостинг вы используете, что вы вообще в принципе на сайте используйте, потому что моя опция включенная для оптимизации принесет мне пользу, сократит там время ответа сервера, уменьшит э, размер страницы и покажет больш более производительную скорость. В вашем же случае на вашем сайте у вас отвалится что-нибудь, перестанет работать, например, кнопка наверх, прокрутка или какая-то анимация перестанет работать. То есть когда мы настраиваем механизм оптимизации, здесь нужно просто аккуратно это все делать и внимательно смотреть на сайт после включения той или иной опции. То есть для совсем новичков, когда мы переключаем ползунки просто включить-выключить, и вы не совсем понимаете, там, о чем идет речь, вы должны понимать, что это, например, может быть объединение файлов. То есть вы включили опцию, файлы объединились, тем самым сайт ускорился, но при этом у вас может что-то поломаться. И здесь становится ситуация, что же делать. Тогда вы просто не используете эту опцию. Если у вас идет нарушение работы сайта, при включении той или иной опции вы не включаете опцию, которая будет вам нарушать работу сайта. Просто оставляйте ее выключенной. И включаете только те инструменты, те моменты оптимизации, которые не нарушают работу сайта, но при этом ускоряют сайт. И опять же, казалось бы, да, большое изобилие опций должно быть, что мы, если все сделаем, все правильно настроим, все включим, сайт будет, по сути, работать из коробки. То есть все будет быстро грузиться. Не тут-то было. По идее, визуально, может быть, объединим файлы. да? Например, отложим загрузку Java скриптов. Перенесем эти JavaScript в нижнюю позицию сайта. Это умеют делать вот эти все инструменты оптимизации. То, что нужно сделать. Отложить загрузку lazy load там, изображений, чтобы они загрузились плавно при появлении когда человек прокручивает сайт. Это все позволяет ускорить сайт. Но мы начинаем опять тестировать сайт через Google Page Speed Insight, и у нас опять в красной зоне на мобильных устройствах. То есть даже несмотря на эти моменты скорости загрузки сайта, изобилие настроек по оптимизации скорости загрузки сайта, сайт визуально вроде грузится быстрее, но по синтетике мы, мы видим с вами, что у нас сайт в красной зоне. А я тогда сразу хочу вам сказать задать вопрос. Да покажите мне сайт, который у нас в зеленой зоне на мобильном устройстве. Возьмите тот же самый один из гигантов CityLink сайт, да, проверьте его, посмотрите, какие у него скорости. Он открывается быстро визуально, я не спорю, но, по-моему, он на мобилке тоже в красной зоне. Я много видел таких сайтов, которые визуально прям открываются молниеносно, но смотришь через Google Page Speed Insight, у него в красной зоне. Я это говорю к тому, что мы должны просматривать и брать за основу инструмента проверки скорости загрузки сайта от google потому что мы считаем что это как бы авторитетный ресурс и на него можно полагаться он правильно показывает но настроить это крайне тяжело чтобы сайт у вас был чисто для галочки в зеленой зоне я предлагаю настроить инструмент оптимизации в этом шаблоне использовать плагин для конвертации изображения в современный формат в.п который я вам показывал в начале обучения, что он у меня стоит. Любой плагин можете поставить бесплатный на WordPress, чтобы изображения были. И при этом использовать VPS-хостинг. Я вас уверяю, если вы все сделаете правильно, вы будете довольны скоростью. Но при этом я не обещаю, что на мобильных устройствах через тест Google у вас будет зеленая зона. Возможно, будет в красной зоне. Здесь... Трудно что-то, ну, посоветовать. У меня нет опыта тестирования сайта на VPS хостинге или на выделенном сервере. То есть, если у меня была такая практика, я бы, может быть, мог что-то сказать. Как я уже говорил в начале, то что у нас голый WordPress и голый WooCommerce просто установите и посмотрите. Вроде ничего нет, ничего не должно нагружать, но у нас все равно сайт в красной зоне находится по проверке Google Page Speed Insight. Поэтому здесь вот такая история. Можно, конечно, отказаться от мощной темы Woodmart, от таких вообще тем с изобилием настроек, потому что вот эти настройки, а вот эта вся красота и мощь, она и дает как раз эту нагрузку. Можно использовать простенькие темы для WooCommerce, e которые действительно поражают своей скоростью. Но тогда мы не можем иметь вот эти всю, всю эту красоту, все эти опции. Здесь уже просто нужно выбирать. Ну и теперь давайте посмотрим, как я настрою этот сайт под себя, и вы попробуйте это сделать то же самое у себя. Первая опция ⁇ это оптимизация Doom, так называемая, в мобильной версии. И это экспериментальная опция. Она у вас по умолчанию будет выключена. Давайте посчитаем описание. Вы можете уменьшить количество элементов Doom на мобильных устройствах. В настоящее время эта опция удаляет все HTML-теги из ПК-версии. Шапки на мобильных устройств. Вот опять же, совсем новичок, как он может понять вот этот момент, если он не знает, что такое HTML. Поэтому я постараюсь не углубляться и простым языком объяснять все вот эти опции оптимизации. Мы включаем ее, потому что она даст нам маленький-маленький прирост оптимизации скорости сайта. Несмотря на то, что это экспериментальная опция, мы включаем ее. Опять же, когда мы это включаем, как тестировать сайт? По идее, надо каждую опцию включать, если вы ее включаете, и смотреть на сайт. При этом, чтобы кэш на сайте не был включен, плагин, чтобы был от, отключен, если вы его включили. Далее вы просто идете на фронтальную часть сайта, обновляете сайт, желательно почистить кэш самого браузера, смотрите, как там работают элементы, там слайдер, как работают вот эти все анимационные штуки, в корзину добавить, все ли работает, кнопка наверх прокручивает ли, то есть идеально, в идеале, да, нужно это все делать, посмотреть, как смотрится на мобильном устройстве. Если мы сначала все повключаем, а потом пойдем смотреть на сайт, и сайт у нас а, сломается, мы не сможем понять, из-за какой опции у нас что поломалось. Поэтому я рекомендую новичкам обязательно при включении и сохранении каждой опции проверять работоспособность сайта. Так как я уже и ранее тестировал, и никаких проблем с этим я не видел, я ее включаю, эту опцию, и знаю, что ну, проблем быть не должно. Следующая опция. Устаревший класс CSS из версии темы. У нас по умолчанию это включено. И нам говорится, если только у нас много своих стилей написано CSS, опять же, то есть это язык программирования, и вы должны уметь это делать. Если вы к этой теме дописывали много своих стилей, то включаем. Если у вас вообще нет произвольных стилей CSS, то тогда включать не нужно, нам говорится. Видите, как я говорю, вы кто-то вам написал много стилей, тогда включаем. У меня не будет никаких стилей, я не предполагаю и сам ничего не писал, поэтому действуем по рекомендации самого, самой темы Woodmart. Выключаем. Следующая опция, переходим CSS. Объединение файлов CSS. Вот как раз таки о чем идет и речь, да? Загружать один файл CSS, содержащий все стили темы, не рекомендуется, если вы хотите уменьшить вес страницы. Вот опять же, да? Как понять новичку этот момент, если вы не хотите уменьшить вес страницы? Мы вес страницы хотим уменьшить, поэтому действуем из подсказки, тогда мы это не включаем. Опять же, смотрите, по поводу включения или не включения той или иной опции. По идее, мы включаем, и надо еще, помимо проверки сайта, проверять, насколько быстро загружается страница. Может быть, сайт действительно стал медленнее грузиться. Я буду действовать из подсказки, из своего опыта, если нам говорят не включать, и при условии, что вес страницы может быть увеличен, тогда мы ее не включаем. Следующая опция минификация CSS. Будут загружены минифицированные версии файлов CSS. Хорошо работает со всеми плагинами кеширования и оптимизации. То есть включено по умолчанию, и да, мы, конечно, оставляем включенный. Легкая версия Bootstrap. Библиотека Bootstrap. Очистить CSS Bootstrap от кода, который не используется темой. Но тоже включено, то есть уже по умолчанию, естественно, оставляем включено. Отключить стиль Gutenberg. Gutenberg, кто не знает, это встроенный конструктор контента WordPress. С версии 5 WordPress у нас появился некий Gutenberg. Самым я не особо любитель пользоваться, кто им любит пользоваться. Если вы не используете элементы Gutenberg, вам не нужно будет загружать эти файлы. То есть при создании записей страниц, если вы не используете Gutenberg, а я не использую, потому что мы с вами используем э, конструктор в Я тогда рекомендую использовать. Включаем. Видите, опять же, если вы используете Gutenberg, то вы не включаете этот момент. Следующая опция прям. Настоящий головняк, да, стили всегда загружаются. Вы можете вручную загружать некоторые стили на всех страницах, и здесь перечислены разные страницы. Вот как понять, насколько это будет влиять? То есть, моя рекомендация: вы можете выбрать все, например, вот так, сохраниться и вообще проверить сайт. Давайте это и сделаем. Стили всегда загружаются. Может быть, это наоборот приведет к, к снижению скорости или проблем на сайте. Я чищу кэш браузера и попытаюсь обновить страницу. Визуально, визуально я, проблем я не вижу, конечно, на сайте. Но и визуально на глаз, так скажем, я не вижу, чтобы сайт стал как-то быстрее загружаться. Опять же, это надо все будет смотреть потом после всех включений и отключений опций, смотреть, как будет загружаться. Сразу хочу еще сказать, что я сейчас не использую VPS-хостинг. У меня самый дорогой тарифный план на этом хостинге, но именно хостинг. То есть я использую HQ40. Для тех, кому интересно, вот этот вариант. Потому что многие зададутся вопросом по поводу этого сайта. Я не использую VPS, хотя у меня есть возможность здесь потестировать на этом хостинге VPS. Мы с вами движемся дальше. JS, JavaScript. Это вот как раз-таки самое вот это опасное. JavaScript — это слайдеры, анимации, всплывающие окна, прокрутки. Здесь надо быть аккуратным. То есть проверять сайт после каждой включенной опции. Объединить файлы JS. То есть как и CSS, их тоже можно объединить. Загружать один файл JS, содержащий все тематические скрипты и инициализации библиотек. Давайте включим. Минификация JS. Так же как и CSS тоже оставляем включенный. Отключать скрипт OWL карусель на мобильных устройствах. Использование встроенной функции прокрутки браузера на мобильных устройствах может улучшить загрузку страницы и производительность на некоторых устройствах. На ПК будет обрабатываться с помощью библиотеки. Вот как новичок может понять, да, что это. Но я рекомендую тоже включить и протестировать сайт на работоспособность после этой включенной опции. И вот следующая опция, очень важная, нужно к ней подойти очень внимательно. Смотрите, наша тема разработана, именно тема Woodmart разработчик имеет в виду. Таким образом, чтобы загружать только скрипты и библиотеки, которые необходимы на определенной странице. Это говорит о том, что, например, на главном у нас слайдер есть, на других страницах слайдера нет. То есть, чтобы скрипты от слайдера, например, не загружались на других страницах, да, как раз таки и есть путем улучшения скорости загрузки сайта, когда скрипты и слайдера не нужно загружать на других страницах, потому что его там нет. Но если вам нужно загружать какой-то конкретный скрипт глобально, Тут как раз на всех страницах. Вы можете использовать следующий набор параметров. Если включаем, у нас появляется вот такой большой набор здесь параметров. И здесь нужно быть вот предельно аккуратным. да Вот, например, не знаю даже, что это такое. И, например, вот скрипты этой опции. Вдруг они у вас здесь задействованы на сайте, и вы не знаете, что это такое. Вы можете быть всегда загружать скрипты данного механизма, например. По мере необходимости. И это вот золотая середина, видите. Лучше вот это включить. И они будут загружаться по мере необходимости. Это говорит о том, что они будут загружаться только там, где они нужны. Но вы можете, например, никогда не загружать, когда, например, что-то не используете. Здесь надо читать вот автозаполнение лайбери и смотреть вот куки лайбери, да. Никогда не загружать тогда, если вы куки используете, мы ранее с вами рассматривали всплывающее окно, возможно, оно и не появится из-за проблем, потому что вы его отключили. Вы просто его вот здесь никогда не загружать сделали. То есть здесь, наверное, будет полезно отключить то, то что вы 100% использовать не будете. И в самом низу этих опций даже есть возможность, опять же, это нужно понимать и иметь какой-то опыт, да, Скрипты всегда загружаются. Также выбрать все или какие-то определенные. Вы можете вручную загружать некоторые скрипты на всех страницах. То есть я бы, например, оставил просто не тронул эти опции, потому что, например, я некоторые моменты сам не знаю, что там, за что отвечает. Никогда не загружайте скрипты. Можно указать, если вы точно уверены, например, Инстаграм, вот 100%, я не хочу никогда не загружать скрипты. Вы можете вручную выгрузить некоторые скрипты на всех страницах. Никогда не загружать скрипты. То есть Инстаграм я не использую. То есть вот такие моменты, чтобы вы понимали, вот на примере Инстаграма, да, если вы его используете, это Инстаграм, вот этот вот, э, мы с вами ранее смотрели интеграцию с Инстаграмом, конечно, его здесь отключать нам не надо. По идее, надо внимательно посмотреть каждый пункт и исключить. Сценарий еще есть удаление из очереди, вы можете вручную отключить загрузку JS файл с помощью их ключей. Ну, то есть это уже прям для продвинутых пользователей, сам ни разу опыта такого нет, исключения по ключам JS. Вот, то есть мы должны понимать что мы даже не можем в принципе настроить этот идеальный инструмент для себя новичок да особенно как он разберется как это настроить может быть здесь если правильно все настроить и будет э, отличная скорость загрузки а я для теста просто для теста хочу посмотреть вообще на работу способность сайта и на скорость его если я все отключу никогда не загружать вот я хочу выставить все и чисто посмотреть как это вообще может работать, влиять на сайт. Итак, я все выставил, нажму «Сохранить». Здесь многие моменты на увеличение вот этой галерейки, например, на сайте. Вот когда мы наводим мышь. И вот смотрите, я сейчас обновляю сайт. Вот, например, отключился слайдер, я вижу. Потому что нет стрелок. Всплывающее мега меню работает. Работает вот эта анимация. Но, то есть слайдер уже не работает. Я вижу, стрелок нет. Дальше смотрим. Здесь анимацию я вижу. Но, кстати, подгрузилась. Стрелка работает. Достаточно шустро. То есть я ее включил. Мне показалось, что сайт загрузился достаточно шустро. А давайте-ка я перейду в магазин. Фильтр смотрим. Фильтр работает. А, ну вот у нас полетели стили. Видите, у нас стал не круглым, а квадратиком цвет. Это вот и есть проверка. Давайте я выберу Canon, вариативный товар, именно на нем проверим. А зайду внутрь, здесь кругляша у нас есть. А, вот у нас полетело, миниатюрки полетели, видите, они как все выстроились. Это вот есть нарушение скриптов, потому что мы выбрали никогда не загружать. Мы методом исключения, мы можем пойти и оставить, включить по надобности и смотреть за сайтом. Если вы не знаете, вот например, за миниатюру что отвечает. Lightbox. Видите, у нас даже видео... Вот Lightbox тоже не работает, потому что это открылось видео на весь экран. А изображение тоже не открывается на весь экран, потому что мы отключили просто эти скрипты, которые это делают. Внизу, кстати, всплывашка работает, корзинки. Вот эти переключатели тоже, вижу, работают. Опять же, надо тестировать, как отзывы оставляются. И другие моменты. Профиль. То есть сейчас я вам просто наглядно показываю, что отключив все, вот визуально, не знаю, как это будет PageSpeed Insight, визуально вроде пошустрее. Но мы тогда теряем работу некоторых опций, да. Поэтому здесь вот методом исключения, опять же, читаем, если вы не знаете, и сайт, например, вот слайдер не работает, то вы методом исключения. Я, наверное, верну все назад, так как тестовый сайт, когда грузится по мере необходимости, это лучше, чем ничего до того, как мы эту опцию вообще включили. У нас всегда все загружалось. А теперь оно будет загружаться по мере необходимости. То есть, чтобы вы понимали, если не хотите, вы сильно заморачиваться. Вот это золотая середина по мере необходимости. То есть оно должно загружаться только тогда и там, где оно нужно. После отключения опции, естественно, вот появился стрелки слайда. Слайдер работает. И у нас сразу все заработало. Кстати, давайте посмотрим. Я перейду в магазин. Перейду в Canon. Круглиш. А, у нас по поводу оптимизации. Вот там надо тоже будет посмотреть. Фильтр, фильтр. У нас поплыл с вами. Видите, стали здесь вместо круглишей прямоугольники. Это уже какая-то опция, которую я включил раньше, влияет. Вот об этом я хотел вам сказать. Наблюдайте за сайтом при включении каждой опции. Вот так быть же не должно. У нас должен быть здесь кругляш а у нас прямоугольник. Значит, это, скорее всего, CSS какой-то, сжимание, объединение файлов, хотя здесь круглиши есть. И тогда сразу вопрос. Здесь, а, здесь нормально, здесь круглиши есть. То есть какое-то идет влияние вот сюда. Обратите внимание. Здесь все, дальше шрифты и иконки. Также вы должны понимать, все стороннее – это шрифты. Google – это карты Google, это все социальные моменты, YouTube, видео, все, что счетчики аналитики, Яндекс Метрики, Google Аналитики, все, что шрифтовые иконки, все, что подгружается из других сервисов, все это нагружает сайт. Поэтому для оптимизации скорости загрузки также рекомендуется, как я, мы с вами проходили шрифты, здесь есть возможность загрузить собственные шрифты, то есть скачать физический шрифт с другого сайта, например, робота шрифты, любой другой шрифт, загрузить прямо на сайт и его использовать. Это маленький прирост скорости. И здесь для оптимизации если все-таки вы используете иконки google шрифтов там и так далее есть выбор и здесь я рекомендую выбрать метод загрузки э, фонд именно шрифтов там google или шрифтов именно вот этот swap это не даст небольшой прирост скорости загрузки сайта это прям вот всем сайтам рекомендую и это не будет нарушать работу сайта никакого работу сайта но по идее не должен нарушать. Здесь конкретно для шрифтов, они же есть для шрифтов иконок, и тоже можно выбрать SWAP. Есть разные варианты, но на мой взгляд свап наибольше показывает производительность. Использует ли библиотеку Font Awesome это шрифтовые иконки? У нас по умолчанию не использовать, но опять же, если используете, надо смотреть уже по факту. Стоит не использовать, значит это будет уже ускорять сайт немножечко. Совсем чуть-чуть. Но опять же, если вы используете иконки, а тут, кстати, не используйте, скорее всего, будут проблемы с этими иконками, да? Тогда всегда используйте. Вот как я и сказал ранее, что тут нужно индивидуально к каждому сайту подходить по вот этой настройке. А вот следующая опция как раз направлена на Google сервис PageSpeed Insight, через который мы все с вами любим проверять сайты. Включите эту опцию, если вы видите предупреждение об этом отчете Google Page Speed. Опять же, это надо прогонять сайт. Предварительная загрузка ключевых запросов, если будет какое-то предупреждение по поводу этого, мы можем это включить. И по заявлениям разработчиков темы Woodmart, это исправит одну из проблем, которая здесь описана. Пока не включаю, потому что я ничего не проверял. Как тут и сказано, нам нужно прогнать, и это еще надо найти, увидеть, да, где это, где он будет на это ругаться. Как я и говорил, здесь уже нужен некий опыт. Дальше. ленивая загрузка. Переходим. Вот все, что касается изображений, это дает прям вот сильный прирост скорости, потому что первое, что нагружает сайт, это тяжелые изображения. То есть это фотографии товаров в данном случае у меня, потому что у меня больше никаких тут каких-то изображений я больше не загружал. И вот смотрите, первая у нас отключена опция. Включить эту опцию, чтобы оптимизировать загрузку изображений на веб-сайте. Они будут загружаться только тогда, когда пользователь будет прокручивать страницу. Одной из самых популярных оптимизаций это как раз и есть lazy load по-другому. Мы включаем обязательно. Они так приятно, плавно будут подгружаться изображения и сайт прям заметно шустрее становится. И вот следующая опция, как раз то, что я ранее говорил, нигде не видел. Обычно вот на разных других инструментах или шаблонах. Вот это есть, а ниже, то есть вы можете порог э, вот этого смещения, появления этих изображений сами управлять. Например, изображение будет э, чуть позже, чуть раньше подгружаться. Вот этим ползунком можно задействовать. Я поставлю значение 50 чисто на обум. Хочу по показать вам визуально. Обновляемся. Вот они подгрузились. Видно, что они не сразу были подгружены. То есть надо резко проматывать, и оно так вот подгружается. Если хотите, чтобы оно, я так понимаю, это у нас задержка. Вот это вот начать загрузку изображений с x пикселей до, то есть с начальной точки до страницы, до того, как страница будет прокручена до до элемента. Ну, можно, конечно, поставить большое значение, и они, скорее всего, будут подгружаться намного дольше. То есть человек прокрутил, увидел пустое место, смотрит на него, и оно раз на этом месте подгрузилось изображение. Я полагаю, что это так работает. Поэтому здесь уже на ваше усмотрение. Еще некий эффект, который позволяет немножко приросту скорости дать, ну, не знаю, может быть, больше визуальный эффект. Вот прочитайте, что здесь написано, и выцветание размытие, то есть оно уже выцветание, или ничего. Если это как-то визуально больше, наверное, визуальный эффект, не нравится выцветание или размытие, я, наверное, выставлю размытие. Посмотрим, как оно будет. Создать превью. Создать предварительный просмотр в виде миниатюры из исходного изображения. У нас стоит вот эти все опции включено. Это все направлено на скорость оптимизации в той или иной степени. Поэтому оставляем. Базовая кодировка 64 для Заполнительная эта опция позволяет уменьшить число HTTP-запросов. Ну, раз позволяет, значит включаем. Размер пропорциональных заполнителей. Будет генерироваться пропорциональный размер изображений для заполнителя на основе исходного размера изображения. Тоже включаем. Ну, то есть оставляем включенный. И даже есть возможность загрузить пользовательское изображение заполнительно. Добавьте свое собственное изображение, которое будет использоваться прежде чем будет загружено исходное изображение. Вы, наверное, часто видели на сервисах, тот же Mail или ВКонтакте. Когда вы сайт подгружаете, еще это бывает, когда скачок интернета, например, интернет тормозит у вас. На том месте, где должно быть изображение, появляются такие серые, либо круглиши, либо квадратные моменты. Можно что-то похожее, я полагаю, так сделать. Но, опять же, чтобы вот эта ваша болванка, так сказать, которая будет подставляться, прежде чем изображение будет загружено, само по себе не являлось тоже тяжелым. Поэтому наверное, я бы не стал даже сюда ничего загружать. Но это надо смотреть, опять же, тестировать. Создать на фотошопе какую-то болванку, я не знаю, там серого цвета изображения. Супер у его ужать, чтобы оно было убитого качества, весело мало. А может быть, есть возможность даже СВГ сюда загрузить, которая совсем сама по себе и так мало весит, да? И протестировать уже работу. Вот сейчас эффект... Визуально очень сильно видно, смотрите, размытые изображения, как они появляются, да, вот размытые. Это, кстати, мне не очень нравится. Это вот как раз-таки вот здесь. Поэтому я оставлю выцветание. На мой взгляд, это самое симпатичное такое проявление изображений. Давайте посмотрим. Вот они просто проявляются. Да, так и оставим. Дальше мы с вами переходим в плагины. Следующая опция у нас направлена только на популярный плагин Form под названием Contact Form 7. Я на этом сайте это не использую, а если вы используете, вы можете включить и отключить эту опцию глобально. Если вы хотите загружать их только на определенной странице, вы можете создать для этого специальный шаблон настроек тем и добавить условия для этой страницы. То есть здесь идет, во-первых, есть интеграция с этим популярным плагином форм. Сам по себе плагин тоже, видимо, может нагружать сайт. И поэтому, если плагин такой вы используете, наверное, стоит включить эту опцию. Я даже не смотрел. Вот с этим плагином и этой темой вместе я не смотрел. Если предполагает, что вы будете собирать формы, какие-то сообщения, чтобы вам могли отправлять через форму заявку, да, тогда, возможно, эта опция хорошо сыграет вам. Следующее. Предзагрузчик. Ну, вот это я всегда рекомендую ставить на любые сайты, где идут тяжеловесные инструменты. Вне зависимости от того, только если вы будете использовать прям выделенный сервер. И скорость у вас будет колоссальная. Очень быстро загружаться даже с WooCommerce и с такой или подобной мощной темой. Так как у меня просто хостинг, я рекомендую ставить прелоудер. То есть, что он дает? Это чисто визуальное. Идет, можно сказать, в обход сознания человека. Он видит, что грузится какое-то некое анимированное колесико. И уже на подсознательном уровне он понимает, что вот оно загружается, и вот оно сейчас будет загружено. То есть это не даст прирост скорости загрузки сайта, но это даст визуальный эффект, что что-то происходит, что страница действительно грузится, и что вот, вот, вот она подгрузится. Это реально действует на психологию людей. Поэтому на таких сайтах я рекомендую, крайне рекомендую ставить прилоду. То есть сейчас, если мы переходим на сайт, вот она грузится, и ничего не происходит. Я уже на сайте нахожусь как бы тут уже проще. А если я захожу на сайт с интернета, с Яндекса, Гугла, то я не вижу сайта. И вот это время ожидания лучше поставить прелоудер. Я вам точно говорю из опыта, что это хорошо действует. Установка прелоудера на сайте позволит сохранить вам многих посетителей. Они дождутся загрузки страницы обязательно. Потому что есть люди, которые даже секунду, одну секунду не могут ждать. Очень бегло, быстро торопятся, что-то ищут буквально 2 секунды сайт вас грузится, хотя это, это нормальный результат, он уже этого не дожидается, уходит дальше в Яндекс, Google искать дальше. И чтобы вот таких людей не терять, для них и вообще для всех вообще приятно, когда видно, что что-то происходит, что действительно что-то грузится. В общем, здесь на этом моменте много говорю, давайте посмотрим, как это работает. Предзагрузчик или по-другому прелоудер. Включите предзагрузчик при загрузке сайта. Полезно, когда вы перемещаете все стили CSS все футер сайта, то есть вниз, в нижнюю часть сайта, перемещение стилей. Включаем. Фон для экрана загрузчика. Рекомендую оставить белый, как цвет белый браузера, как начальный цвет, стартовый цвет начала загрузки. И анимированное изображение. Давайте сначала без изображения. Я просто не помню, есть ли здесь свое Обычно предлагают свои варианты. Ну, то есть, это какой-то колесико крутящийся или цифры бегу, бегущие, да, которые показывают, что вот он, сайт загружается. А, ну вот, здесь есть стандартное колесико. Я его сейчас увидел. А на выбор они не предоставили. То есть, смотрите, вот я перехожу на главную, белый экран. И вот оно колесико. Все. Вот об этом речь шла. Я предлагаю. То есть на всех страницах, куда бы человек не зашел, сначала видит колесико. Давайте так и оставим. Но у вас есть возможность загрузить сюда анимированную картинку. Это может быть GIF. Можете просто даже в интернете скачать готовые. Так и называется прелодер в э, формате GIF. Можете в поисковик так вбить и скачать в, в большое количество разновидностей. Но только учтите, что сам прелоудер в формате GIF это набор кадров. И чем больше кадров, чем, больше, чем выше его качество, тем тяжелее сама гифка. Это тоже может нагрузить. Сама картинка, гифка тоже может нагружать, если вы найдете какую-то большую. Поэтому идеально будет не загружать сюда изображение и оставить то, что предлагает Вудмурт. То есть вот это колесо, которое вот мы его сейчас видим. Мы с вами переходим. У нас закончилась а, сложная часть по производительности и дальше по настройкам темы Вудмурт. Есть некая опция обслуживания и включить и выключить. Здесь говорится о том, что, мы, что нам нужно перейти на страницы, создать страницу и выбрать там режим обслуживания. Ну для чего это нужно? Это не сложно, можете зайти посмотреть сами. Я лишь покажу вам, когда мы переходим страницы, а скорее всего там будет информация про то, что сайт демо сайт, там я не знаю, надо смотреть. Создаем новую страницу, заголовок можете написать там режим обслуживания, вот здесь вот видите выбрать обслуживание и нажать опубликовать потом включить вот эту опцию и посмотреть, что это даст. Я включать это не буду, движемся дальше. Следующая вкладка, белая этикетка, здесь так перевели, на самом деле направлена уже на визуализацию и смена каких-то моментов админской части, в частности, темы Woodmart. Белая этикетка, скрыть большую часть атрибутов Woodmart. Woodmart. Включить-выключить, показать вкладку лицензия, например, вот здесь вот есть лицензия. Мне, например, она не нужна. Можно просто ее отключить и уменьшить в админке отображение. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Видите, лицензии здесь больше нет. Дальше название темы будет заменено в Woodmart. Слово на ваше название. Следующее. Параметры логотипа 50 на 50 пикселей рекомендуется. То есть это замена логотипов именно темы Woodmart здесь в админке. И иконка логотипа в сайт-баре 20 на 20 пикселей. Можете загрузить свои иконки панель управления показать вкладку импорт демо данных, то есть у нас здесь есть такая вкладка, о которой мы с вами не говорили, давайте на нее взглянем. То есть у вас есть возможность, если вы не хотите с нуля копаться, вот вам надо быстро собрать из готовых макетов, но при этом у вас должна быть лицензионная тема, вы можете импортировать и даже предварительно «Live превью нажать, вот в центре кнопка у каждого шаблона, посмотреть какие есть вариации, да, их тут большое количество заточенных уже под интернет-магазин а с разными конструкторами. Из Elementor, и с VP Bakery. Что-то понравилось, live preview посмотрели, потом нажали импортировали. И прямо вот как он выглядит, этот сайт с настройками, со всеми, он у вас будет. Вам останется лишь поменять все под себя. И вот, например, я это не использую. Давайте попробуем скрыть вкладку демо. Уменьшаем вкладки. Теперь вот у меня вот здесь вот видите только конструктор шапки и WPBaker CSS генератор. Также можно загрузить логотип. 200 на 200 рекомендуется. Это тоже будет замена там логотипов. Не знаю, я не пробовал, но скорее всего это вот в админке где-то будет меняться. Заголовок панели управления. Заголовок отображения в консоли Woodmart. Также можно добавить вводный текст. Внешний вид. Скриншот темы. То есть можно даже загрузить свой скриншот. Рекомендуется 1200 на 900 пикселей. По поводу скриншота, я предполагаю, что это скриншот будет у вас подгружаться вот сюда. То есть вот сюда, скорее всего. Но я не пробовал, могу ошибаться. Но это такие мелкие настройки, что они меня, знаете, особо не интересуют. Следующая опция. Произвольный CSS. И вот такие вещи мне всегда нравятся. Когда разработчик внедряет на сайт и здесь тоже очень богатое количество возможностей, которые ранее я в других премиум тему не встречал. именно такое вот обилие. то есть помимо глобального пользовательского CSS, ну, то есть когда вы что-то хотите дописать, что-то там отступы, которые там не нашли на сайте, как-то умеете это делать, можете глобально добавить CSS, который там будет влиять на сайт. видите, есть другое окно произвольный CSS именно для ПК версии, произвольный CSS для планшета Произвольный сейчас для смартфона с альбомным расположением и, то, и так далее. Для мобильного устройства. Просто видите, как много возможностей для внедрения своего CSS-кода. То есть это поражает. Не видел раньше, что прямо вот так гибко этот разработчик давал такую возможность. Также произвольный код JS можно глобально туда добавить. Глобально. И готовый документ. Настройки. Другое. Настройка другой липкие уведомления устарело. Ну раз оно устарело и не будем на него смотреть. Следующее, включить пользовательский слайдер. По умолчанию включено. Если вы включите эту опцию, раздел слайдера будет добавлен в меню панели инструментов. Вы сможете создать слайдеры с помощью WP и Page Builder. Ну я так понимаю, наверное, это тот слайдер, который мы с вами делали, он у нас по умолчанию включен. Разрешить загрузку SVG. Это у нас иконки. Возможность такая есть, включена. Разрешить загрузку SVG, а также формат SVG для пользовательских шрифтов. Мы предлагаем вам использовать этот плагин, и нам дают ссылку на плагин, чтобы быть уверены, что все загруженные файлы являются безопасными. И вот как раз таки давайте глянем этот плагин, Safe SVG называется он, и посмотрим в наши плагины. Давайте я здесь посмотрю, у нас есть такой плагин, видите, безопасность ВГ, он активирован, я его вначале вам рекомендовал ставить, как раз сейчас о чем идет речь, он у нас установлен. Следующая опция, Slider Revolution наследует шрифты темы. А, вот это как раз-таки то, что я не рекомендовал использовать в связке с WooCommerce и связкой с этой темой, потому что Slider Revolution это очень-очень тяжелый инструмент, плагин. Да, он крутой, он самый лучший, наверное, и у него можно потрясающие вещи в нем делать. Я с ним работал. Но если мы его используем, то наследовать шрифты можно включить. То есть взаимодействие некое здесь есть. Я не включаю, потому что у меня здесь не используется, как я уже говорил. Конструктор страниц. Здесь необходимо выбрать значение автоматически. Оно определит, какой из них установлен в данный момент. Если установлено оба конструктора, будет использоваться в ну у нас автоматически стоит, как в начале вы поняли, VP Bakery, либо Elementor. Два конструктора вместе использовать это бред. Потому что это будет такая нагрузка лютая, возможные конфликты будут. И это инструменты, заменяющие друг друга. Просто Elementor более, наверное, гибкий, более больше функциональный и больше плагинов, чем в VP Bakery. Тут на вашу смотрели, или или стоит тут автоматически в этом плане в этой настройке, так и оставляем, как нам рекомендуют. Так, области просмотра, честно, вот даже даже не знаю, что это такое. Какой, э, могу сказать, что мета нейм это из разряда SEO, не масштабируется или масштабируется. Здесь надо, наверное, будет почитать документацию к темы Вудмурта, а эта документация всегда будет у вас на английском языке идти, если вы эту тему купите, у вас будет подробная документация. Я оставлю не масштабировать. Дальше импорт-экспорт. Но ну, это понятное дело, что можно настроить тему, потом ее импортировать, экспортировать. И, например, на другом сайте вы используете данную тему, загрузить свои предустановленные настройки быстро, чтобы заново не настраивать второй сайт. Сразу загрузить ваши наработки на втором сайте. Или наоборот, на этот сайт, на первый ваш сайт, загрузить наработки путем импорт-экспорта. Если у вас есть эти файлы, где-то вы их взяли, например, скачали или вам кто-то предоставил их. Мы с вами проделали большой путь и мы с вами рассмотрели 90, наверное, 5% всех настроек темы Woodmart. Я надеюсь, для вас это было понятно и вы сможете настроить самостоятельно на этой теме свой интернет-магазин. То есть общая вот эта часть закончена, по сути сайт готов, настроен, остается какие-то небольшие доделки. Опять же, в зависимости от того, какой сайт вам нужен, возможно, функционал будет у вас расширяться, еще что-то будет добавляться. Но сейчас у нас не заканчивается это обучение. Как я говорил в начале, у нас будут еще два плагина как минимум. Это первый плагин, о котором сейчас хочу поговорить, это быстрая смена цен. Это нужно, когда, например, у вас есть номенклатура, выгрузка с 1С предприятия товаров, у вас, например, цены сменились на большинство товаров. Как выгрузить это на сайт быстро? Есть путь, когда мы импортируем-экспортируем Excel-файл на наш сайт с новыми данными, измененными данными, например. Я хочу взамен этого предложить вам другой некий плагин, который упрощает это все действие. Чтобы не выгружать номенклатуру, не загружать на сайт, это нам потребуется еще 3 или 4 плагина, дорогостоящих сюда устанавливать, чтобы менять чтобы вот эти возможности здесь иметь. Есть еще один плагин, он тоже платный, но он такой, скажем, достаточно прост. Сейчас я вам покажу, как он работает и где вы сможете массово, по сути, менять цены, менять остатки, менять фотографии и много чего еще. Здесь сейчас на сайте он не установлен. Давайте установим плагины, добавить новый. Я нажимаю загрузить этот плагин. Он у меня есть на компьютере вот название его. На момент сейчас у меня есть версия 5.01. По-моему, это последняя версия. Он достаточно прост. Много времени сейчас не займет на объяснение. Но я вам покажу его сейчас, и вы поймете, как все просто. И, возможно, это решит кучу ваших задач. Плагин успешно установлен. Я нажимаю активировать плагин. Как только мы плагин с вами активировали, наводим мышь на товары. У вас теперь будет... Вот здесь такая позиция этого плагина. Сюда переходим. Мы сейчас на примере смены цены посмотрим, как работает данный плагин и как им вообще пользоваться. Прежде чем посмотреть товары, это должно показываться вот в этой нижней белой области, нам нужно сначала их загрузить. Давайте посмотрим вот на эту вкладку. Смотрите, содержит. И здесь мы можем просто написать название, начало, название товара. У многих товаров название часть названий могут быть похожи, одинаковые, и тогда эти товары покажутся ниже. Либо вот здесь напротив вашей категории товаров. Вы помните, у меня это Fujifilm, Nikon, Canon, Sony. Например, я выбираю Sony и хочу работать с товарами только из этой категории. Если хотите со всех категорий, вы просто можете добавить сюда все категории. Тогда товары, все товары из этих категорий покажутся ниже для редактирования. Но давайте начнем с малого. Только Sony, потому что там товаров немного и будет удобно вам показать. Работаем именно с категорией Sony. Либо с определенными товарами, вот, которые вы здесь на название напишите. Здесь вы можете тоже а, так отсортировать. Видите ваши атрибуты, мои в данном случае, формат матрицы конкретные товары с этой, с этой матрицей, только их отображать, эти товары, потому что, например, у них только цены поменялись. То есть вот такая тонкая есть, по сути, подборка товаров, с которыми сейчас вы хотите работать. То есть менять им цены, менять им остатки и так далее. Я на простом примере, да, не на цвете, не на количестве мегапикселей, там, вот чисто по категориям работаем. Все товары из категории Sony хочу показать. Все, выбрали, здесь я нажимаю загрузить продукты. Вот они, четыре товара, как они и есть. Дальше, работа с колонками. Вот эти колонки могут много занимать места, а вы работаете, например, только с ценой. Во-первых, можно вот так вот колонки отодвигать, если цена там не вмещается, или заголовок строки. Цена, вот я вижу, есть цена распродажи, обычная цена и категория Sony. Вижу даже фотографии, даже отсюда можно менять фотографии к товарам. Это быстро, это быстрее, чем просто через WooCommerce менять цены. Артикул. И вот смотрите, например, описание мне не нужно, статус, что опубликовано, мне не нужно. Как вот эти колонки, чтобы мне было удобнее просто работать, здесь есть такая кнопка Columns. Я выбираю и отключаю то, что мне не нужно в этой таблице отображать. Артикул я менять не буду, он мне не нужен. Описание я отключаю. Статус количество, наличие, не наличие, мне это не надо отображать, товар дня, статус, тип товара. И нажимаю ОК. Таким образом я уменьшаю количество просто колонок, видите, чтобы все вмещалось. Продукт URL тоже нахожу, тоже мне это здесь не нужно. Вот. Видимость тоже я уберу. Потому что я работаю только с ценами, скажем. И вы видите, как вам просто будет удобнее. А вдруг у вас маленький экран, где вы работаете. Тогда вам будет удобнее. И все. Чтобы вам просто лучше понимать, вы видите, какие цены. Запомните приблизительно хотя бы, да? 26 990. Давайте посмотрим на категорию Sony. Вот они есть цены. И одна у нас есть со скидкой. Мы сейчас тоже на нее посмотрим. Так, это у нас все категории, да, давайте с Sony перейдем. Вот она есть. 269 990 и так далее. Сейчас просто, к примеру, смотрите, как быстро меняются цены. Я просто сделаю, ну, <laughs> просто, конечно, таких цен вы нигде не увидите, но я просто сделаю. 1000 рублей. То есть вы просто вводите. Вот так это меняется. Это быстро. Это куда быстрее, чем выгружать Excel и так далее. Все поменяли. Сейчас цена распродажи. Обратите внимание. Тоже будем менять. Нажимаем ⁇ Сохранить изменения ⁇ И это вносится в базу данных. Это все меняется массово. Обновляем категорию Sony. Обратите внимание. Все. Это уже на сайте. Все. Все поменялось тысяча, тысяча, везде тысяча рублей. И давайте цена скидки. Ладно, я здесь выставлю побольше. Вот так. Нажму сохранить. Посмотрим цена распродажи. Ну, чтобы лучше понимать, просто я поставлю вот так. Сохранить изменения. Захожу в этот аппарат. Цена распродажи, только что я поменял вместе с вами, то есть и цены распродажи тоже меняются достаточно быстро. Я хочу вот показать на простом примере, не буду детально показывать, что тут и изображения можно менять, удалять и загружать свои, то есть это очень-очень крутой плагин. Ну и давайте посмотрим, как это выглядит, когда вы загрузили, ну, у меня всего 4 категории загрузить. Тогда подгружаются все товары. А даже подгружаются видите, вариативный товар белый и черный, где фотки крестиком помечены. У нас не назначено, здесь и показано, нет фотографий. Это аппарат у нас с вами Canon. Для них, для них обычная цена. То есть вариативные товары тоже меняются. Вот цены этого варианта белой модели и черной модели. И цена скидки тоже цена распродажи для вариативного тоже здесь все меняется очень гибко. Я показал лишь вам базовые моменты. Здесь просто на самом деле очень гибко можно сортировать, искать. Но принцип работы вы уже поняли. Это очень крутой плагин. Запомните, как он называется. Он может работать с, с тысячами товарами очень быстро. Достаточно, достаточно шустрый плагин. Поэтому запомните его. Кому нужно быстро менять цены забудьте про интеграцию с 1с предприятия вот просто меняйте цены как вам нужно остатки скидки фотки все что угодно меняется здесь очень быстро с этим плагином закончили следующий плагин будет полезен тем кто хочет отображать и вообще вести категорию оптовых клиентов то есть для оптовых клиентов при регистрации будет своя категория и оптовики когда авторизован на сайте будут видеть цену оптовую а розничную могут не видеть есть плагин, условно бесплатный, и его про версия с большим количеством настроек. Рассмотрим бесплатную версию. Как он называется? На сайте он не добавлен здесь. Давайте перейдем в плагины «Добавить новый». Его можно скачать с репозитория. В поле плагинов название ввожу данного плагина. Вот его иконка зеленая. Вот этот плагин. Давайте его установим и я вам его покажу бесплатная его версия, что она может и кому подойдет активировать. Сразу у нас всплывает уведомление, то, что разрешить, спрашивают нас, отслеживать оптовые моменты, какие-то связанные со статистикой для данного плагина. Нет, не разрешать и разрешить. Я не буду разрешать, мне как бы это не нужно. Если уведомление это будет вылазить, кстати, вот с другим плагином специальным, да, вначале я говорил, я могу это уведомление скрыть, оно мне больше не будет мазолить глаза. Вот данный плагин сеттинг uh, это настройки. Можем прямо отсюда перейти в настройки плагина и посмотреть, где это. Он будет располагаться на вкладке WooCommerce. Настройки вот здесь у него появляется дополнительная его вкладка. Эта опция позволяет им отслеживать вот эти оптовые все моменты. Не рекомендую ставить галочку. Здесь позволяет глобально отключить купоны для оптовых клиентов. То есть, чтобы система купонов не действовала. Ну, наверное, стоит здесь это применить. На ваше усмотрение, абсолютно. Если еще скидочные купоны будут для оптовиков, тогда галочку не ставим. Настройки сохранили. Смотрите, обратите внимание, у вас же здесь есть еще дополнительные ссылки настроек. Это были главные настройки. Переходим сюда. Здесь просто на русский можно поменять текст. Текст, который будет показан непосредственно перед оптовой ценой, чтобы у вас красиво. Это было на русском языке, можно написать оптовая цена. Следующая галочка, если включаем, то скрываем розничную цену вместо того, чтобы показывать зачеркнутую цену, если присутствует оптовая цена. На ваше усмотрение. Следующая галочка. При расчете оптовой цены с использованием процента, процент глобальной скидки или процент на основе категории убедитесь, что используется обычная цена. И игнорируйте цену продажи, если она присутствует. Дальше. Следующая опция. Видите, написано «премиум, ⁇ премиум-премиум ⁇ То есть даже не будем рассматривать, потому что в бесплатной ее нет. Следующее. Наличие чекбокса. Если флажок зажат, скрывает оптовую цену за ролью в списке товаров на странице администратора. Но надо смотреть уже. Скрывать, не скрывать, давайте пока скрывать не будем. Следующая опция, если флажок установлен, скрывает цену и кнопку «Добавить в корзину для посетителей». Ну, давайте посмотрим, как это будет. Сообщение, которое вы укажете здесь, будет отображаться только в том случае, если включена кнопка «Скрыть цену и добавить в корзину». Вот это вот как раз. Вот эта опция мы зажимаем, и тогда текст сюда можем вписать. Войдите, чтобы посмотреть цены, это сообщение по умолчанию. То есть сюда надо вписать типа текст. Войдите на сайт, чтобы увидеть цены. Что-то такое. Так и поставим. Войдите, чтобы посмотреть цены. Ну тут потом уже поймете и напишите все, что угодно. И последняя здесь опция. Если флажок установлен, отображается оптовая цена на интерфейсе, чтобы побудить неоптовых покупателей зарегистрироваться в качестве оптовых покупателей. Если включаем, то локацию, где показывает шоп, архив на странице архивов и на странице продукта. Давайте я не буду это использовать. Нажимаю сохранить изменения. Следующая опция вот сюда нас по ссылке переходим и следующая галочка. Она, кстати, если я сжимаю, видите, всплывает окно. Я так понимаю, что это только для премиум этого плагина. Не можем это использовать. Это если вы используете на WooCommerce включенные налоги, то можно а, не включать налоговую ставку в оптовую цену. Но я так понимаю, это будет работать только в премиум версии. Остальные моменты это тоже премиум, премиум моменты. Если я хочу что-то в поле вписать, даже не буду его разбирать, потому что это уже премиум версия. Я хотел показать в этом обучении только бесплатную версию. Это еще не конец этого плагина, да? Сейчас мы с вами посмотрим. Как он работает? Это мы только его настроили. Ну, настройки здесь у бесплатной версии минимальны. Следующая ссылка это Help, просто страница помощи на английском языке от данного плагина и Upgrade, обновиться до Pro-версии. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами переходим в товары. Посмотрим, как назначаются цены, оптовые цены к вашим товарам. Так, вот такое вот окно тоже может вас преследовать. Я его навсегда скрою, чтобы оно больше не мозоли глаза. Это вот от этого плагина, кстати, вылазило окно. Просто в самый верхний товар я захожу, который у меня есть, чтобы вам показать, как вы теперь при наличии бесплатной версии плагина сможете задавать оптовые цены для каждого товара. Здесь на вкладке «Основные» у вас появляется новое поле, куда вы просто вводите оптовую цену. Это одиночный товар, понятное дело. Сразу давайте посложнее. Вернусь в список товаров и посмотрим на примере вариативного товара. У нас это Canon есть, M200. Тут у нас цены задаются, как вы помните, вариации. И чтобы вам просто показать. Вот, цена оптовая. Давайте на основе этой цены сделаем вот так. Даже ну, пускай будет вот так, ладно. И заметьте, этот плагин просто показывает к единице товара оптовую цену. То есть человек, ваш оптовик, который зарегистрирован как оптовый покупатель, он увидит оптовую цену к единице товара. То есть это не тот плагин, который может вам показать сам посчитать оптовую цену при покупке от количества. То есть оптовая же цена идет, например, от покупки 10-20 и более моделей. И тогда может быть цена. А от количества, например, 100 единиц моделей, там цена еще снижена. Вот этот плагин не про это, чтобы вы понимали. Этот плагин именно показывает оптовую цену оптовикам, кто зашел, авторизовался с ролью оптовик. Сейчас мы дойдем до этого он будет видеть к одной единице товара оптовую цену и сможет ее купить в одном экземпляре по оптовой цене. Это история про это. Я хотел показать именно этот плагин. И смотрите, здесь мы обновили добавили оптовую цену. Посмотрим список товаров. Вот здесь вот у вас появляется новая колонка. Она пустая у всех, потому что я нигде цены не добавил, кроме аппарата Canon EOS M200. И вот здесь вот вы, как администратор, можете видеть. Оптовая цена. То есть вдруг вы подзабыли или что, вы вот здесь в списке сможете быстро видеть. И сразу отвечу на вопрос для тех, кто спросит вдруг, а как менять оптовые цены для вот этих моментов через плагин, который я вам показал ранее. Я пробовал, смотрел, не сто процентов, но у меня не получилось через плагин. Даже общался с разработчиком. Эти плагины вместе подружить, вот этот оптовый и плагин быстрых смен цен, не получилось. Пока что только вручную можно менять оптовые цены. А именно менять оптовые цены массово можно, скорее всего, по-моему, можно. Чтобы вас не обманывать, не вводить в заблуждение, я общался тоже с этим разработчиком именно вот этого плагина оптовых цен. Именно премиум версия плагина, по-моему, позволяет массово менять цены, именно оптовые цены. Но у меня нет этого плагина, я не смог его протестировать. Его надо купить, прежде чем разобраться с этим плагином. Движемся с вами дальше. Следующие настройки в WooCommerce, e Вот здесь появляются у вас тоже две позиции. Вот эта позиция тоже с информацией. А вот эта позиция это Rolls, то есть роль. А новую добавить роль мы не сможем, только в премиум версии. То есть в премиум версии можно создать разные роли, а в бесплатной только одну. Можно нажать Edit, чтобы, например, на русский переименовать название роли. Я поменял здесь оптовая цена, поменял описание и нажимаю на кнопку «Изменить». То есть в бесплатной версии мы можем редактировать и иметь только одну роль. Если у нас будет Pro-версия плагина, мы можем сделать неограниченное количество разных ролей для разных задач. Что это дает, посмотрим в товары, в список товаров. Во-первых, вот здесь вот теперь на русском оптовая цена, в списке товара там, где будет действовать оптовая цена. Что теперь с пользователями? Перейдем в пользователи. Либо вы оптовых клиентов вот сейчас добавлен только я, роль администратор. Если вы знаете их, грубо говоря, в лицо, вы добавляете из админки клиентов своих клиентов как оптовые покупатели. То есть добавляете его e-mail, логин, пароль. При создании, кстати, учетной записи отсюда, ему на почту улетят данные. Он сможет авторизоваться с этими данными. То есть вам не придется еще им отдельно отправлять эти данные. При добавлении нового пользователя вы выбираете ему роль оптовый покупатель. И он уже сможет видеть оптовые цены. Мы сейчас это с вами наглядно проверим. Мы добавили оптовую цену к одному товару и сможем убедиться в этом. Но для этого нам нужно добавить пользователя который у нас будет являться оптовиком. Если вы, как бы вас это не устраивает, и вы хотите, чтобы человек сам регистрировался на сайте, и при регистрации у него была возможность выбрать, кто он, оптовый клиент или розничный, то это дает возможность именно премиум-версия данного плагина. Это точно, я знаю, это там есть. Давайте из админки добавим тестового пользователя оптовика. Я вел все данные, как раз таки вот этой птичкой вы, вы отправляете а, все данные об учетной записи этому человеку, и вот самое главное вот здесь вот роль появляется, и вот она сюда добавляется, потому что здесь роли это роли самого движка админист а, WordPress, а вот видите оптовая цена это то, что мы только что с вами переименовали, когда создавали роли, выбираем ему оптовая цена, то есть он залогинится и будет видеть только оптовые цены. Это то, что делает этот плагин это то, что к чему мы идем. Я нажимаю добавить нового пользователя. Пользователь с именем тест мы добавили. Роль видим, оптовая цена. И давайте проверим. Сейчас я зашел как администратор, или это может быть как гость. Вот к этому аппарату я добавил оптовую цену. Я вижу только скидку, и я вижу его полную. Цену оптовой цены я не вижу. Теперь я выйду с сайтом. Во-первых, пока я не залогинен, я вижу текст «Войдите, чтобы посмотреть цены». Это возможность этого плагина. Если вам это нужно, чтобы для гостей вообще цены никакой не показывалось, этот чекбокс вы можете снять. Тогда для гостей будет показана розничная цена. Сейчас я нажму «Вход», введу имя и пароль тестового пользователя именно оптовика. Нажму «Войти». Итак, я вошел, и у нас с вами все работает. Обратите внимание, у нас перечеркнута цена розничная цена скидки для обычных людей. И в оранжевом виде показана оптовая цена. И это видит только человек с правами, по сути, с ролью оптовик. То есть вот так работает данный плагин. И кому это будет как бы нужно, вот реализация есть. Даже бесплатный плагин может вам подойти. Итак, на этом полный цикл, на мой взгляд, по созданию интернет-магазина. За 5-6 часов, по сути, мы собрали полноценный интернет-магазин с нуля, благодаря премиум темы. Кто досидел, досмотрел и воплотил все, и досмотрел до конца, я вам жму руку. То, что у вас хватило терпения, все это посмотреть и вам хватило усидчивости, так скажем. На этом базовая вот эта часть обучающая закончена. Я очень надеюсь, что у вас все получится, и вы самостоятельно соберете себе магазин. Если вы хотите сэкономить время и сэкономить, возможно, бюджет, и вам сложно или не хотите углубляться в это, вы должны понимать, вы видели, это премиум тема, если она вам понравилась, она стоит 59 долларов. Вы всегда сможете обратиться ко мне, заказать себе интернет-магазин на этой теме. Для вас будет преимущество то, что вам не придется покупать эту тему. У меня расширенная лицензия, и я вам установлю данную тему на ваш сайт. По сути, бесплатная будет для вас тема. Тема Woodmort вам покупать не придется. Эта тема без ограничений на количество домена. Она у меня купленная, и поэтому я могу использовать на любом количестве сайтов. Вот есть маленькое здесь преимущество. Если тема вам подошла, вы ее практически всю изнутри уже увидели, исходя из этого объемного цикла обучения. В любое время, по сути так скажем, дня и ночи, обращайтесь, если вы хотите построить себе интернет-магазин, чтобы я вам его сделал на этой теме. Или любая другая тема, которая вам подошла, которую вы нашли, также можете обратиться. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной, и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья.